Запись пошла. Даунтаун. Для тех, кто в записи смотрит, это знакомство с игрой Satellite Rain. Кооператив на 4 человек. Играет, соответственно, БСП. Здравствуйте, БСП. Здравствуйте, Михаил. Играет чемпион по Warcraft 3 в прошлом, Хавк. Эй. В прошлом. В прошлом. Я 4 на 4 тебя обыграл. 4 на 4 меня. Да. Ну, Уже фиг знает. забыл? Это как? Да был турнир 4 на 4, они первое место Вы заняли. вдвоем играли? Да, вдвоем на турнире 4 на 4. Вот про что и странно. И, конечно же, Тей. Здрасте! Взяли только потому, что она девочка. Значит, у нас много разных ролей. И кто за кого играет? Предлагаю включить охранную систему. Тихо, подожди. Так, давайте Сразу. сначала начнемся с классами. Я солдафон, я буду, ну, по стелсу очень. Мы все должны по стелсу играть. Но если вдруг что-то пойдет не так, я вас буду своей гигантской аугментированной грудью защищать от вражеских пуль. А вы будете убегать. А Тейка у нас 4-я в розовом, да, с винтовкой, которую Да. купила на общие деньги. Не Я заметил. еще ничего не покупала, она у меня Откуда была. винтовка? Это не я. А, в Я еще в смысле? магазин даже не заходила. Все Она нормально, была. Патрик. Я зашла, у меня уже все так было. Понятно. Женщина успела пошопиться уже, пока нас не было. Короче, да, и эта игра похожа чем-то на Синдикат, если помните такую старую игрушку. Ребят, давайте БСП, знаток лора, он расскажет сейчас, что вообще происходит, кто мы такие и Но. с кем воюем. Кто мы такие, я не знаю, потому что это не объясняется. Но, очевидно, мы одни из, наверное, все-таки шпионов корпоративных одной из компаний, потому что мы, когда начинаем игру, выбираем название, ну, точнее, лого корпорации, и мы будем бороться с Драконодженикс, по-моему, называется. Ребят! Корпорация, которая захватила технологию Ростех, мы будем ее так называть. Ростехт. Хотя там Рестех, это Resurrection, видимо, идет. Технология способна перемещать сознание людей из одного тела в другое. То есть фактически дарует вам бессмертие. Вот. Мы будем с этим бороться, потому что надо, чтобы не было монополистов на этом рынке, а технология была в свободном доступе. Ну или Чтобы между китайцы спокойно корпорациями. продолжали, да. Перенаселение, все дела. Хав куда-то назад вообще побежал. Хав, зачем А тебе туда? вниз нам тут можно отключить охранную систему. Смотрите, что я Оттуда делаю. мы прошли, это обучалка. Не делай этого, там враги. Да нет, смотри, смотри. Все, А почему мы понятно. очеред... Почему мы обучалку не проходили? Почему ты Мы обучал? проходили, а ты не проходил. Вообще, Миш, там у нас маяк есть, если вы откроете карту. Так. Вот, то там есть маяк. Ой, все. А как карту открыть? Ага. Есть маяк, да, действительно. И чего? На тап-карту? На какую карту? Вот, я активировал маркер, сейчас он будет мигать. Видите его? Ну, ты синеньким горишь, нет? Escape нажмите и центр управления. И там на карте все показано. Карту, кстати, можно больше сделать в левом верхнем углу. Я вижу только маркер нашего квеста, полицейский участок даунтауна. Вот это он и есть. Ты к нам туда и без твоего маркера надо было идти. Нет, он не мигал. Я его Да? только что... Да. Ну пойдемте тогда в полицейский. Пойдемте. Так, давайте, значит, оружие убираем. Это через на А, пробел нажимаете, оружие убирается. Покажи свою винтовку, отлично. Я, по-моему, наоборот его взял. Да. Здесь мы не сможем взломать Бомб часть. сваляется, погоди, Ну, нажимай здесь есть лук есть. вероятность взлома. И... Ну, там 33%. Да? По А очереди, скажи. а если все разом взломают, то мы должны взломать его. Там какие-то красные Везде точки. уровень 2 злом. Побежали, ребят, побежали. Я бегу за координатором, я не знаю, как вы. А я устал. Стамина кончилась. Ты, А, Миш, подожди. ты уверен, что нам можно сюда просто так? В смысле, да, если без оружия, Там то все мужики с нормально. автоматами. А, все, окей. Типа свои? Ну, Но это они... типа полицейских, видимо, или там... Блю... А можно установить сливную программу на банкомат? Что? А, да, кстати, по возможности надо взламывать все, что можно, Сейчас я но пойду взломаю. так давайте хавка прикроем, а то тут А они меня могут запалить за то, могут что я это запалить. сделал? Топ хав побежал, где он вообще? А Да там вон чувак справа. отходит, сейчас погодите, он пройдет.
А, обычные попали. Вряд ли спалят. А вот те, кто с фонариками, да, это давайте, вот. Давайте просто загородим его своими. Вы отвлекайте там. Пацанчиков. Там камера, хав, там камера. Не делай, не делай, справа камера. Уходим, уходим от камеры. Капец. Нет. Тревога? Тревога поднять щиты. Прячемся, прячемся, прячемся. Все, все, вроде расслабились. Нет, нет, не расслабились. Я так понимаю, камеру нужно было сначала отключить. Да, хакнуть нужно камеру сначала. Убегайте, Тейн, надо по контуру как-то оббегать, чтобы с ними потом пересечься. Мы через подворотню побежали. Так, хав, давай налево, поехали, бежим. Тут стрип-клуб есть, кстати. Вот-то-то-то-то-то, быстрее будем бежать. Может, оружие есть. Да есть оружие, но еще ж... Ой, тут еще двое идут. Назад, 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 назад. Назад наверх прячься. Сюда, за мной, за мной, за мной, давай. Давай замочим. Замочим, они бесконечные вообще здесь. Ой, сзади подтягивается, за мной, дальше убегаем. Можете по подворотням петлять и от них скрыться. Я вижу, вы куда-то бежите, не туда, бежите, бегите к нам наверх, видите, где мы. Все в порядке, все в порядке, я вижу одного... Чуваку сейчас сядем, как в Assassin's Creed. Спали. Зачем ты? Я хотела помочь. Так я же сказал, тут стоим. Ё-моё, там столько народу собралось. Тревога попадет. А, уровень тревоги один сейчас. Так, мы с Хавком вообще не палимся, все в порядке. Ах ты, только два, по-моему, уже практически. Там дроны боевые летают. Эй, стой, 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 там, ну куда ты под камеру? Уровень тревоги ноль. Я не видно. Уровень тревоги ноль, пушки убираем, если у кого-то пушки. Я убрана. И идем, как ни в чем не бывало. Главное, чтобы они бегают все равно. А как уровень тревоги сбрасывать? Просто на вид и никуда не палиться. Отключить камеру, смотри, можно... Ой. А это что за чит? Ну, я координатор. Короче, можно генератор рубануть, но... Кажется, камера отключается внутри вообще этого здания. Или подкупить нужно этого. Нет, в здание нужно внутрь попасть. Каким-то образом. Внизу, смотри, здесь ничего нету. Эй, все, все хорошо, теперь можно выходить. Если я правильно понял, если на банкомат поставить этот сканер, то получается деньги будем получать. Ребят, вы где вообще? Мы здесь. А можно камеру просто сломать? Можно ее расстрелять, в общем-то, насколько я понимаю. Мне кажется, слишком палевно. Ну, мы можем ее зафокусить и потом где-нибудь в квартале переждать. О, стрип-клуба встречаемся, Миша. Да, отлично, мы здесь уже. Мы здесь с самого начала. Не собираемся никуда уходить, между прочим. Мы сейчас подойдем. А, внизу у стрип-клуба, хорошо. Не-не-не, все правильно, в подворотне, чтобы не палиться. Прямо у входа. Так, у вас уровень тревоги 0. Да, все хорошо. Не парьтесь, уже камера всегда рядом с... автоматом ездит. Да. А, ну ты можешь перемещать центральной кнопкой мышки, зажать и вперед. Так, ну все, теперь нормально идем, пока не взламываем под камерой, да? Идем, давайте попробуем хотя бы одну миссию выполнить просто, а там уже посмотрим. Да давайте камеру сломаем. Смотри, сколько тут дроны вон летают. Да пойдемте дальше. Давайте идти на миссию вообще. Давайте. Пока мы абсолютно гражданские. Ну, вызывающий подозрение личности в светящихся плащах. Причем толпой идем. Да, вот ты еще такая пушка огромная, не знаю, как она ее прячет вообще под плащом. Снайперку купил. А я и не прячу. Внизу, отключить камеры наблюдения, вон они. Да, давайте. Я бегу. Хакерок, давай. Прикройте меня. А, вот оно. Как раз идет она туда. Но она ведет, да, на первую и, соответственно... Отключаю. Но она на время отключается, если я правильно понял. Идут, алярм. А, вот, времени есть. Давай, беги, Хошк. Давай, банкомат. деньги, банкомат. Стамина кончилась. Все равно беги. Бежите-то. За деньгами. Я могу полезное делать, как диверсант. Миша, диверсию посмотри, устраивает. Она отключилась, эта камера? Да, она отключилась, вон там висит. Да. Слушайте, а интересная игра, мне нравится. Это как бы только начало. Потом такой сложный коллектив у нас будет. Давай, ломай его полностью. Все. О, убегай! Что нас опять спалило? Никто не спалил. Убегай. А вот Riot Access, убегай, да, он просто... Он на зону сообщение реагирует. Сообщение пришло, что... А нет! Хах, в подворотню сразу. Так, господи. Блин, в подворотню. Мы же отключили камеры. Ой-ой-ой-ой. Не туда, это не подворотня.
Там дрон летит. Хавк, за мной, за мной, за мной, за мной. Беги, 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 беги. На то же место. Миш, Миш, у кого не мигает квадрат, вам-то убегать не надо. А, окей, да. Я задержу их тогда, я задержу их, задержу. Я заблочу, заблочу его. Так, я уселся. Заблочу, заблочу. Блин, он меня видит. Так, Хавка сейчас резать придется. А хилиться как? О, ты сам хилишься. Просто беги, они сейчас отстанут от тебя. Я просто хотел бы на полицейский участок пройти. Все, они сейчас... У меня еще не закончился уровень тревоги. Ты, а ты убежала? А, вижу. Вот тут есть банкомат без камеры. Вы могли взломать его спокойно. А сам. Сколько денег-то дали? О, 1800. 800 баксов. Можно пушку купить. А смотри, капает, капает денежки. А-а-а. Круто. А, хакер, иди сюда, короче. Бегу. Все, уровень тревоги спал уже. А, то есть тут можно... Нет, смотри, у меня написано... А, возвращайся по мосту назад, вниз. У меня написано, что я поставил туда, больше нельзя. То есть мы какое-то определенное количество денег сняли, и больше не будет. Ну, они же капают все равно, видишь? По, ну да. По доллару, по два. Но сначала, кажется, 800 сразу нам дали. Да-да-да, был косарик. Так, БСП, это где? Ну, по карте посмотри. Блин. Я там, тут... откуда убежал. Центр управления, да, надо? Я рядом с полицейским участком, и как раз туда можно попасть вот через... А ты синенький, да, на карте? Мы все синенькие на карте, ну окей. Я могу еще раз отключить камеры, не знаю зачем. Не надо. Надо, дрон летает. Не будем. Миш, помнишь мне, где мы там с зиплайна упали? Вот нам, я думаю, туда. А, Миш, можешь нажать эту сканер, посмотреть, куда эти камеры? То есть они только туда идут? Да, похоже. То есть нет смысла. Короче, идем вниз. Идем вниз, к БСП. И да, вот ломаем это и убегаем после этого налево. Это такой банкомат. А, хавк. А требуется уровень взлома 2. А, надо ну потом получить. Тогда нам, я так понял, надо вон туда пройтись, в красную зону. Слушай, а получается туда... мне сразу взлом качать? А, вон, смотрите. Наверху желтенькое. Идем сюда. Нет, не совсем. Тут для того, чтобы по тросу спуститься, нужно... Не-не-не, он про сканер. Ой, наверх, про ко мне. Локальный. Да ты можешь один туда сбегать, мы подождем внизу, нам нет. А что нам сканер даст? Я не информация. Знаю. Информация. Все информации. Так, новое сообщение. Давай, Миш, читай. Возвышение Денглера. Мало кто мог подумать, что хотя бы одна корпорация переживет недавний изнурительный финансовый кризис, однако из пепла павших гигантов вырос новый исполин. Компания Dracogenics, став мировым лидером по генетическим программам, она вскоре занялась разработкой высокотехнологичных гиперпротезов и теперь, занимая ключевые позиции в высших эшелонах мировых корпораций, она снова бросает вызов ограничениям. Недавние приобретения в банковской и торговой отраслях, где диверсифицировали бренд корпорации, дали столь необходимый толчок развитию местных мировых рынков. Короче, они захватывают все. Комментариев 914 тысяч, репостов 18,3 миллиона. Че, может, комментарии почитаем? А лайки там есть? Так, давайте, короче, смотрите. Если по карте... По тросу тоже можно спуститься. Мы можем упасть с некоторой вероятностью без особого снаряжения. Понятно. А поэтому... как нам туда попасть, кроме как через трассу? Вот, смотри, на северо-западе там какой-то переулок, который впритык к нему идет. В красной зоне. Я предлагаю его попробовать. Давайте. Ну, сейчас можно посканить поближе к месту. А может, мы уйдем с дороги тут? Тут генератор. Мы можем что-то с генератором с этим сделать? Где какой? Нет, там электромонтаж нужен. А у нас монтажников-высотников нет, да? Ну, получается, мне нужно будет качнуть. Сейчас я посмотрю. Опа! Меня сбили. Сейчас я посмотрю, какие навыки у меня есть. Я пойду пока в переулок посмотреть, что там. Тут полицейские машинки. Так, ну, в лоб идти, я думаю... А у меня, кстати, электромонтажники нет. Это глупо, да. Да, очень глупо. Там сразу нас встретят. Вы смотрите сразу, где и что можно? Да вон, в подворотню явно нужно заходить, вон туда вот, в закуток. Там... Эй, что такое? Есть. Ты уже вот здесь я могу найти свое место в жизни и сделать что-нибудь полезное. Так мы пока ничего, никто, кроме Хавка и Миши, никто ничего полезного не делает. Ребят, вот здесь я могу отключить охранную систему. А нам вот сюда надо, вот здесь вот как-то. А вниз не пойдем? Какой низ? Ну, там ворота можно пройти было. Через центральный вход вообще nice план. Ну, ладно, бегу к вам. А что это за ящик такой? Вот это лифт, по-моему. Автоматическая новое дверь. А, собственно, мы сюда попадаем. Ничего себе халява.
Все, мы на участке будем. Неохраняемый вход вообще. Ребят, короче, это будет... Мы попадаем сразу в центр этого участка. Нам необходимо с вами добраться вот сюда, вот restricted area, так называемая. Сейчас надо желательно по стелсу все делать. Это я больше для себя себе говорю. Потому что если начнется заваруха, тут мы... Вряд ли. Здесь вот камера, Миш, аккуратно. Подождите, сейчас посмотрим, что, что ну, где. Ну, я сейчас могу отключить, наверное, где-то. Вон, отключить камеру наблюдения, я вижу, сверху. Надо вообще нам проще пройти вниз, я думаю, сразу, без наверх не лезть. А давайте я камеру отключу. Смотри, там ящик какой-то. В ящике может что-то быть. Не-не-не, смотри, короче, блин. Ну, Миша координатор, но тем не менее. Вот справа камера у нас, и пока она проворачивается, хаф, да, хаф пробегает и отключает ее. Хорошо. А почему я не сейчас? Не, не сейчас. Сейчас. Да, подождись, не торопись. Тревоги, потому что мы на охраняемой зоне. Если нас спалят, то сразу будут как бы стрелять. Ну да. А погодите, там пацаны какие-то. Он не пропадет, получается? Нет. Там два парня идут. Вижу. Дождем. Да. Стоит, наверное, дождаться, когда они круг сделают. Да. Аналогично. А они сюда случайно не зайдут? Как? Ну, вырубим их тогда быстро. Может лучше. А второго по приколу, да? Не, давайте без смерти, а то крыс много будет. Yeah. Миша, что ты вспомнил? Сейчас она прокрутится, я побегу. И как раз круг пошел. О, боже, я... Ой, окей. Хавк, ну давай. Сейчас, да. Сейчас. Я побежал. Так, диверсант Хавк побежал. Хавк, куда ты побежал, Хавк? Что? Отключаю камеру. Все верно. К нам надо просто было ниже пробежать. Да вот камера, смотри, теперь можно ящик взять. Так они сейчас к тебе туда... Ты иди, аккуратно так. Спалили, Тей! Да куда вы побежали-то? Надо было ждать меня. Стой, тихо, спокойно. Через альт можно вырубать вроде такого. Погоди, он не палит еще. Палится. Спалили, Тей! Руби его ножа. Давай сюда, давай. Заходи внутрь. Внутрь, сюда, за мной. Да господи! Все, БСП, беги! БСП, вали! Он меня не видит. Как не видит? Что? Блин, ну что вы сделали, ребят? Хавк, держись там, короче. Тут еще ящик валяется. Бегай там, крутись. А тебя, кстати, сверху что могут увидеть, БСП. БСП, тебя могут сверху увидеть, отойди от этого. Ребят, зачем вы вообще побежали в первую очередь? Пока я камеру отключал. А просто за этот нырнул. Ой. А что нам вообще здесь нужно сделать? Нам залез, нужно чувака, кажется, вызволить его из Restricted Area. Да, диверсанта еще. Да не, сейчас. А я еще могу там отключить охранную систему. И главное, Хавк сейчас не сам не спалится. А я сижу там. Они вроде сюда не сходили. Все, по-моему, тревога... Еще нет, но... Ну, придется еще раз ждать, чтобы отключить камеру, потому что скоро закончится. Мне нравится, как мы телепортируемся. Тревога все еще актуальна. Мне кажется, в охране набрали кого-то не тех. Слепошары, да реально было. Так, камера, смотри, сейчас куда смотрит, нижняя. Нам же вниз надо по итогу. Да погоди, итогу, давайте да, подождем, ящик-то... еще раз отключу. Я отключу и ящик возьмем. Так, окей. А если я попробую в кого-нибудь выстрелить? Нет, ты, не надо стрелять, это стелс. Но у меня есть большая пушка. Куда вообще, она, во-первых? Спрячь куда-нибудь. Подальше на склад. А почему тревога не спадает до сих пор? Какая тревога? Ну, а это мы зашли вот на этого. Охраняемую зону. Там наведи на восклицательный знак. Проникновение. Готовы? Да, капитан. Включаю. Что? Кто? Куда? Ящик. Что делать? Ящик надо взять, наверное. Зачем туда бежать? Я пока сюда побегу, короче. Раз а я ящик не могу взять. Кто может ящик как-то открыть? Почему не можете ящик взять? Там-то патруль. Тихо, назад. Твои добро, а ну... Хавк тебе. Тей! Низ. Нет, Тей, беги! Нет, застряла! Что ж вы такие, ребята? Там из дробаша стреляет. Наверх убегайте. Что за дичь? Короче, вы можете теперь там стоять, Тей, наверх. Я не могу. Занято. Тей, зайди в дырку. Так там занято было. Там. БСП, ты там не палишься? Нормально все у тебя? Нет. Солдат, короче, по стелсу единственный проходит. Уровень тревоги 0, кстати, уже. А это стандартный, когда мы заходим на охраняемый. У хакера 100%, вот в чем минус. У хакера 100% это открыть, у меня 39. То есть, а что именно? Короче, Хав, тебе нужно вот БСП идти, я да. Я сейчас пробегу к ней.
Да, сейчас ты пробежишь, вон там, мимо охранника ты пробежишь. Чувак, да, просто за углом стоит. Не, уходит уже все. Ой, смотри, на карты сел, чувак. Что с ящиком делать? Забей на него, судя по всему, не нужно. Мне кажется, там ящики боеприпасов. Эти ящики можно встретить везде, где много вооруженных людей. В них хранятся самые разные боеприпасы. Любопытно, но они никак не защищены, поскольку встречаешь только охраняя конь. Поэтому кто угодно может... Куда ты, Хавк? Ты такой рисковый. Запас, если у тебя он... Ладно, ухожу. Ты уходи. Ты-то куда? Уходи ты. Стойте там, господи, уже просто... О май гад. Да все же нормально, можно идти. Блин, камеру опять надо отключать. Хава, ты успеешь, давай. Все, тебе все получится. Включи вот этот сканер, пожалуйста. А, не, нужно... Нет, сначала камеру надо. Я бегу к камере. А выключи, пожалуйста, сканер. То не видно пацана там. Сейчас я еще раз камеру отключу, уже в третий раз. Первые два раза не очень получилось как-то. Хьюстон, we may have some problems. Открыт, может забежать. Ай, слоупок. Ребята, куда Миша, вы, давай, блин? К нам, Миша, давай к нам. Хорошо. Я отключаю систему. Аккуратно, только сейчас солдат. Тей, не пались. Куда ты? Тей, там камера. Так. Камера же не работает. Камера проходит. Только... Сразу сюда. Тихо. Куда нам? В ящике, если еще можно спрятаться, по крайней мере. Все, нормально. А теперь куда? Вот, рестрикты, где написано. Нам, да, в зеленую. Стоп, а может здесь что-то тоже можно? И что нам тут делать? Все, это мы сами сдались в плен. Прототипы получены, доставить в безопасное место. А, нам еще уйти отсюда нужно. Ну, естественно. Так, а что, охранник ушел? Охранник, там лифт наверх есть, я, может быть, как-то... А куда он перенесет? А, вон, направо. А там после этого... А я не знаю, как оттуда спрыгнуть нормально. Можно ли спрыгнуть вот там будет? Не, мне через... кажется, что это тупик вообще. Это тупик. Давайте так же, как пришли, так и уйдем. Нам придется не, так погодите. Сделать. Ну, ты пробежишь, там смотри. Там лифты вниз. Да, и ты оказываешься на том же самом внутри этой базы. А может, там ништяки какие-то есть? Маловероятно. Это просто альтернативный ход. То есть мы могли спуститься. Нет, давайте вот отсюда. По альтернативному. Ты не сможешь наверх забраться. Вот надо по тросу забираться. Нет, смотри, ты дальше идешь туда, спускаешься там, обходишь охрану. Сейчас я проверю, не парьтесь. А Хав уже там? Я уже там. А мы можем спуститься просто... Мы обратно не сможем уйти, потому что камеры включились. Нас сразу спалят. Там камера на выходе стоит, нам только... Не, там можно обойти, потому что камера вращается, та, которая... Нет, смотри, она на выходе сразу стоит, она палит, все, посмотри вот сейчас. В смысле на выходе? Нет, она не все она палит, просто вон. На одно место палит. Она вращается. Да, она вращается, там... можно проскользнуть. Короче, давайте как вы приходили, так уйдем. Да нет, что... давайте по-новому. Опа, Тей! Блин! Тей! Понятно, ну, короче. Ребят, ну работаем, да, чего? Ты назад, ты со снайперкой, они сейчас будут выходить. Ребят, занимаем позиции. Занимаем позиции, ты назад. Я валю. Мы же забрали ништяки. Я не... Ой, блин, свалил тоже мне. Посмотрите, сколько там пацанов летит. Там валим. Да нормально, ты, не расслабляемся. Минус один. First Blood ачивка. Вообще как-то не очень. Как перезаряжаться? Она сама вот же перезаряжается. Сейчас еще спросить. То есть сначала стреляем, потом задаем вопрос. Так, они, кажется... Блин, ты продолжает. А как стрелять? О, они вообще слабенькие. Хлебушки. Давайте, ребят, работаем. Стей подлагивает, к сожалению. Да. Он же солдат пустится вперед. Еще минус один. 5 стелс-киллов дали ачивку. Ребята, игра-то легкая. Они очень неудачно тут стоят. Не за укрытием, так все простреливается. Да блин. Я застрял. Ой, БСП, как не получал-то, а? А нам деньги дают, кажется, за это, нет? 2600, ребята, это откуда? Я предлагаю свалить, они бесконечные. Я почти говорил, блин. Прорвемся с боем, ребят, прорвемся. Я валю, короче. Да куда?
Тей, вот давай в следующий раз распликун такие. Есть ну это? Я такая думаю, то что типа я снайпер, я сейчас светлю с балкончика. Уходи ты, ё-моё, блин, опять ты... В чем смысл с балкончика, если у нас стелс-миссия? Я не понимаю, у нас нет задачи ассасинейтить кого-то в полицейском участке. Надо будет много. Пройти и все. Проходим, ребят, я работаем, понял. Работаем. Не, мне нравится. Есть выбор уже, по крайней мере, как действовать. Я понимаю, что просто ты, тебе хочется применить свои навыки, но потерпи, в будущем, я думаю, не делали бы класс бесполезный абсолютно. Ну, что теперь нам нужно сделать? Попробовала. О, найден прототип предмета — лазерный пистолет. Кумасака ЛП. Отличная работа, бригада снова в сборе. Кстати, по дороге назад наши агенты прихватили прототип одного оружия. Можно отослать его в научный отдел и попробовать наладить массовое производство. Или же вооружить кого-то из агентов прямо сейчас. Решать давайте вам. Исследование. Я бы исследование нажал. У нас всего один прототип. Если агент погибнет давай. С этим оружием, так, такое достать будет... Открыть центр исследования, хорошо. Я исследование уже нажал. А, молодец. Держи в курсе. Угу. Может, так. Поменяемся? Я буду координатором, ты солдат. Не, просто не торопись нажимать исследование, и все. Я же текст еще читаю, поэтому еще. А нам одно очко умений дали. Ребята, а чего вы стояли у... Качать мне второй злом? Там, говорит, осталось только три противника и много лута. Ой-ой-ой-ой, а тут полицейские. А я с пушкой... Я с пушкой выбежал, я спалился, пацаны, что-то как-то не... Красавчик. Не очень удачно. Ребят, получилось. Я, короче, второй уровень взлома качаю. А где прокачать, как прокачать, что прокачать? Давайте сначала... Экипировка, нажми и умей. А, вижу, левел ап, да, все. Уже все, что ли? Миша, ты где? Я здесь, а ты? Так, ладно, надо валить отсюда. Кто-то по мне стреляет, как будто. Все, я... у меня второй левел взлома. Чего там опять, блин? Да, Миша, вышел, вот сагрил всех, чувак. Я ничего. Причем тут ребята не просто такие. А лазерный ребят, пистолет у меня предлагаю... есть на выбор. Ребят, есть прототип у меня лазерного пистолета. Пушки прячем и убегаем отсюда. Я предлагаю вернуться к банкомату, который я не мог взломать. Да, идем. Кто пушки не убрал еще? Все брали. А, тут каждый может принимать решение, брать ему этот пистолет или в исследование отправлять, да? А что там нужно сделать? Ну, кажется... у меня тоже есть выбор. У меня есть лазерный пистолет, могу его исследовать и могу его отправить. Я в исследование его отправил. А как, где? Исследование, да? Да, исследование, и там будет у тебя лазерный пистолет. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно приостановить нажать? Или не надо? Слушайте, тут даже такая же диаграмма, как в синдикате в первом. То есть можно... У меня деньги кончаются. Видимо, бюджет. Да, деньги кончаются. На науку идет вон 11 в секунду. На исследование. Круто. Может приостановить? Не знаю, у меня деньги как-то... Деньги у всех кончаются. Тут деньги кончаются? Да. Вопрос другой, хватит ли на исследование денег? Возможно, это мы как раз двойное исследование сделали, то есть вложили больше на этот. Да, давайте, можешь... А, я, короче, приостановить вещи... нажал. А, и вон про... Да, приостановить. А у тебя зеленая шкала БСП насколько заполнена? Исследование пистолета? У меня на 1/8 где-то. Миш, посмотри, пожалуйста, есть ли уже? Здесь... Все, ладно, да. Значит, каждый исследует свое, явно. Да, что сделать? Можешь посмотреть, здесь есть камера, чтобы не взломать? А где? Я вот просто нажать вот на так карту. Вот, да? А, не, ребят. Ладно, не я каждый... взламываю банкомат. Не каждый? Это не каждый исследует свое, вы, похоже, просто... Потому что у меня оно остановилось. У меня деньги стали меньше тратиться. А у меня сейчас продолжили тратиться. Я прекратил. Короче, я еще банкомат один взял. Сейчас разберемся. Я не понимаю, что происходит. У вас в бюджете есть 0,2 от каждого банкомата. Это да. Это понятно. Короче, кто-то... исследование общее все-таки, мне кажется. Потому что кто-то из вас тыкает, и оно меняется. А потом кто-то еще раз тыкает, и снова меняется. У меня сейчас исследование не идет. Оно мне застопорилось. У меня тоже. Поэтому давайте, откройте все графу исследований. Я сейчас нажму исследование, и мы посмотрим, у всех включится или нет. Давай. Да у всех, мне кажется. Я включил исследование. Ничего не да, изменилось. Да, сейчас. У меня тратятся деньги. А, но... деньги-то тратятся, просто прогресс. Значит, исследование общее. Нет, прогресс у тебя тоже должен идти. Он медленно просто идет. Но у меня где-то на процентов 7 она только. А ты сказал, на 1/8 у тебя уже. Ну да. Но деньги у тебя тратятся, Миша. Деньги тратятся, да.
Но вопрос тогда, будем мы исследовать до конца или нет? Да-да-да, исследуем до конца, естественно. У тебя, Миш, потому что ты исследовал лазерный пистолет. Так. А я исследовал Линкольн. А зачем Линкольн? Ну ты урон посмотри у Линкольна и все. Так нам ждали лазерные. Так на черта он нужен. 2,85 у Линкольна. Лазерные, Линкольн... кажется, хорошо пробивают энергощиты или что-то в этом роде. Там есть плазменное оружие, есть лазерное оружие. И оно... Да, вот... Но... При контакте с целью энергия наносит урон, в особенности объектам, чувствительным к электромагнитным помехам. То есть я к механике. Думаю, нам пока с людьми проще, поэтому там урон по счетам и обычный урон у револьвера больше. Окей, поэтому... хорошо. Ну вот, тогда кстати, все. 0,2 и 2,2. Видимо, это типа как раз могут, видимо, два персонажа исследовать, что получается, одновременно. Или как? Не совсем интуитивная, в общем, система. Так, ребят, я качаю лидерство, оно увеличит скорость перезарядки вам, скорость восстановления энергии, максимальную энергию всех агентов. Видимо, это правильная вещь. Готово. Так, или 6%, 5%, 12%. Недостаточно. А сколько очков-то? А, это уже второй левел. Миша, а ты где сам? О, я А электромонтаж кто-нибудь брал? Нет. А у меня его нету в меню. Я тогда могу электромонтаж. Умения не только стандартные, которые у тебя вот список есть умений, ты вот из них выбираешь, новых не появится? Судя вот по всему, это да. Пока не знаем. А у тебя просто так и называется электромонтаж, правильно? А, да. У меня просто есть дроновод, техник, перехват. Тогда бери. Электромонтаж попробую тогда взять. Пойдем тогда сразу потестим, вон там вверху есть. Монтаж невозможно. А там внизу есть. Ну или там, давай я ворота открою. Не, сейчас под... электромонтаж, который маршрутизатор. Ну вон, смотри, справа. Тут противник застрял в текстуре, так забавно. Так, а вы где? Вот я ворота открыл, БСП. Вот здесь. Ой, как вы далеко. Я понял. А где маяк, чтобы экипировку поменять? А, на карте они отображаются соответствующим образом. Какую экипировку ты хочешь поменять себе? Только не говори, что ты от пушки отказываешься, воздушки. Деньги. Нет, я хочу на нее поставить глушитель. Это хорошая тема, кстати. А вот я вроде умение распределил, у меня все равно отображает. А сколько у кого денег осталось? Не отображается. Так у нас баксов осталось. Давай ты пока не будешь глушитель ставить, у нас денег на исследование иначе не хватит. Он всего 300 баксов стоит. А нам и так не хватит. Нам и так не хватит на исследование. Посмотри прогресс. Миш, тебе дверь открыть, да? Да не, ну, в общем, лишним не будет, конечно. Ну, а ты меня разбанишь в чатике? А ты забанен в чатике у меня? Да ты меня забанил давно уже. Ну, я же не бессрочно тебя забанил, правильно? На 30 дней. Когда это было? Месяц назад? Ну, когда ты Doom проходил. А, недавно. А чего ты? Чего ты? За что забанил? А, короче, я лежал, смотрю твой стримчанский, потом встаю, и ты что-то говоришь, кто-то написал, что у тебя там на одну смерть больше было. Я пишу, это я написал, и меня раз прилетает. Ясно. Ну... Хотя я просто лежал, смотрел стримчанский. Ну, я тебе дверь открыл. А, ты не зашел? Да, я смеялся, слышал историю. У меня уровень 1 электромонтаж, а тут уровень 2. Так, а давайте, какая у нас следующая миссия-то вообще? Что за задание? Ты, у тебя нераспределенные очки. Да, ты же левел можешь повысить. И рабовойс. Тэй! Да, алло, ребят, что? Тэй! Что? У тебя нераспределенное очко умений осталось. Ребят, я предлагаю за мной бежать, потому что здесь можно отключить охрану. Так. И там какой-то еще желтенький банкомат есть. Давай, банкоматы, это очень хорошо. Тикают, капают. Я как раз злом второй взял. А нет, это локальный. Тэй покидает игру, what? Я все еще в игре, я ничего не делала. Мне написала, что ты... Нет, тоже. Ой, стоп, здесь много народу, ребят. Аккуратненько. А там свои, наверное? Не, не свои, тут охранники. Ну, оружие убрать надо. Оружие это да. О, да, я вижу банкомат справа. Там народ сидит, бомжует. Вы где вообще? А слева это что у нас? А, это дверь открывает, да? Нет, это дверь. Как вы туда прошли? Нет, это данные. Мы не щелкали просто. И пробежали, пока хав взломал. Так, банкомат снова... не здесь. Банкомат второй уровень наверху немножко был. Возле. Нет, там есть еще банкомат. Еще один банкомат здесь заметил. Хошка. Так, БСП и БСП. Пробегайте, пожалуйста.
Давай, сейчас дверь открою. А ты запроси управление снайпером своим. Ты почитай, там новые данные пришли. Тейт дисконнектнулась, я управляю двумя. Это да. Тейт, ты здесь? Нет, она и скайпе дисконнектнулась тоже. С нетом что-то? Ну что, в Helldiver? Да погоди, мы только начали разбираться. Так, скан сделай, пожалуйста, Миша. Вот я думаю, красненький — это значит злой. Да. Значит, надо подождать, пока он уйдет. Все, можешь выключать. А он все равно прибежит сюда. Как только если ты взломаешь. Я начну отключать? Нет, как только ты взломаешь. После этого он побежит сюда, поэтому надо не при делах, типа, отойти сразу к бомжам. Давай, давай. Да нет, он не бежит. А, уже ага. Установлено. И сколько мы из банкомата с каждого получаем? Не знаю, мне сотка добавилась только. Ну там еще банкоматов капает. 0,6 в секунду. Было, кажется, 0,2 или 0,4. Ну, Хав, вы тот, который возле полицейского участка сделали? Да. Точно? По 0,2 получается в секунду. То есть они типа на карте отличаются после взлома. О, маячок здесь есть, смотрите-ка. Маячок есть. Мы не взломали его. Нет, смотри, на карте 3 это, взломных банкомата стоит. Открой карту. А, вот они типа выделены, да? Да, взломный банкомат зелененький. Понял, понял. Вопрос снимаю. А не взломанные выделяются? Нет, судя по всему. По-моему, нет, их надо искать, очевидно. Но это мы где-то в каком-то Бичевском районе. Так, я не знаю, может, Тей была даже не в курсе, что она отсоединилась? Ну, ждем. О, ничего себе. Доступно новое досье. Вы что-то там открыли. Банк. 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 Надо, наверное, вы маяк нашли? Новое досье военной базы Драконженикс. А где смотреть в досье? Ну, в центре управления. А, в правом, существует несрочное, но надежное решение денежного вопроса, если наш хакер установит на городские банкоматы сливные программы по выкачиванию средств. Да, мы уже сделали. Да, мы так, слив с банкоматов 140% не получено награды. То есть мы не все сделали, видимо. А, смотри, 2 из 9 маяков нашли. Что-то надо сейчас. В каждом районе. Крупные. Да. Финансовое учреждение. Ронин ремонт бойцов. Агенты должны пробраться в главное здание. Это будет нам на руку. Mm-hmm. Я видел один банк, который вот... Он в центре самого. Военная база давайте пока отложим. Давайте попробуем либо банк, либо Ронин ремонт дроидов. Mm-hmm. Давайте активируем. Банк. Активировать, да. Или... На север. Строго на север. Очень далеко. Давай посмотрим Ронина тогда, может, сначала. Давайте, что поближе. Я еще на наличие банкоматов тут осматриваю. А Ронин там же, где мы и были, лол. Или нет? А, нет, чуть дальше полицейского участка. Давайте пойдем сначала туда. Ребят, еще один банкомат нашел наверху. Красава. Давайте за мной, прикройте. Окей. Ну, маркер я поставил на Ронина тогда. А, я они одновременно, Миша, работают. А, так окей. Так можешь не переживать. Где ты банкомат увидел? Ну, там выше чуть-чуть, за мной. Вот где охранники. Надо, наверное, их как-то отвлечь. А этим займется Тей. ВСП, ты с нами? Да-да-да. Миш, не стой тут... посреди дороги. Слушайте, тут слишком много охранников, просто так банкомат-то... А, да. Это, вот он. Миш, посмотри наличие камер. Да, по-моему, их нет. Да, но только охранники. А можно нас туда ждать, когда они отойдут? Как-то палим нож больно. Я думаю, можно только... приступать уже. Приступай. Можно... А вот сейчас уже нет. Двое вверх. Уже. Да не, его не. Они не палят вроде. Или спалят сейчас. Все. Теперь отходи. Тихо. Все. Найс. Нормально. 4 банкомата у нас. Так. Нет, упал. Окей, так ты переконнекся. 0,82 в секунду. Она тебе смс-ку отправила или что? По 0,2 в секунду доллара капает. Ну как в реальном банке, короче. А, давайте пойдем все-таки на Мишу, наверное. Давай. На какой именно? Который на западе. Ронин. Хорошо. Он ближе. Это за полицейским участком, который... А ты монтажника-то прокачал?
Так я говорю, только один можно. Мне нужен второй, чтобы... А, второй левел, да? Да, было. А там везде требует второй? Ну, по-моему, да. По крайней мере, я... Что-то там, где-то вверху. Давай исследование запустим, я возобновляю его. Давай. Снова. Револьвера, да? Да. Именно и револьвера. Так оно одно на всех, правильно? Да, уже, да. Разобрались с этим. У тейпа Кайнет лежит. А, ну... Вижу... А, это камера наблюдения, мы здесь были. Да, это все мы здесь зачищали. Ну, идем без тей пока что или ждем? Да, я думаю, можно пройти без тей. Если мне в течение 10 минут, например, она приджонится, то все нормально. Интернет обычно ненадолго моргает. Ой. Что там такое? Да, вот как-то... А как камеру вращать вообще? Такой нескромный вопрос. А у меня так и не получилось. А я не пробовал. Ну, в смысле, скорее всего, тут нельзя. Нет, а там можно отключить автоматическое вращение. Потому что, когда я за угол захожу, мне неудобно. Mm-hmm. Так. Так, ну нам сюда. Ребят, еще один банкомат вижу. Слышите, мне прямо на них это... Давай, это нужно. Это но там бы... камера, надо посмотреть, где ее отключить. А где ты видишь? Надо банкомат? Подальше зайти. Выше. Как просто по дороге. Так, еще Миша сюда, ближе. А, там камера справа направо, стоит. Да? Угу. Ты может, успеешь? Не, давай посмотрим. Вообще, я камера. Думаю, да, камера направо повернется, и вот как она только начинает поворачиваться направо, нужно начинать взламывать. В общем, отключить камеру вверху. Давай сначала сбегаю, отключу ее. Ой, ну, просто это будем ты... делать все по-правильному. По-моему, это долго будет. Да не, вот тут недалеко забежать наверх. Там реально никого нет, одни ящики, бомжи и маяк. В маяк можешь забежать тогда заодно. Там могут дать еще миссию. Мы, кстати, по маякам вроде телепортироваться можем. Да, кажется, да. Мне больше интересно, почему камеры отключаются рядом с бомжами. Это да. Плюс один к отключению камеры, просто каждый бомж дает. Так, городское управление по надзору, CSA и караульный пост. Дракадженикс. Дракадженикс, да. Так, выключают камеру, Хошка. Все, выключил. А мы тут в укрытии. Слушайте, я прям. Можно купить информацию? Призвание. Купим информацию этой чувихи. Но у нас денег не осталось, 400. 50 баксов. 50 баксов какую? Бомжу, что ли, да? Не знаю. Мне хочется купить у нее что-нибудь. Половина исследования пистолета завершена, но. Зачем нам пистолет, если мы постелс? Хороший вопрос. Так, ну сейчас будет должен бакс в секунду вообще тикать. По идее. Уже 5 банкоматов. О, можно... А, можно, короче, вы подходите к рандомному чуваку. Да, секунду. Можете за 50 баксов купить информацию, это значит статы, в общем, этого чувака. И вы можете перезахватить его, то есть как клона, переместить свое сознание в него, и там типа, показывается разница в статах, какая будет, если вы это сделаете. Слушайте, тут вылетают дроны, эти... Нет, ты через центральный вход, давай не будем суваться. Да? Так, По той же схеме будем, как в прошлый раз, действовать. Ну, найти обходной тогда путь. Да. Точно не внизу, это, видимо, справа. Но обходной, он реально далекий. Там даже не... Ну, может, там лифт где-нибудь будет, мы же не знаем. Так, нам куда нужно? Нам вот в эту зону нужно. Ага, вижу. Там есть отключить камеру наблюдения, уже вижу. Сюда вот, restricted running. Не, ну в принципе здесь можно же и взломать, и отключить. И всего два врага, можно дождаться. Попробую через верх обойти, посмотреть, что там вообще. Вот тут еще альтернативный вход какой-то, я вижу. Ну он такой же главный, на мой взгляд. А, или он открыт? Совсем. А, он открыт по умолчанию. Все, я бегу. Хошка, давай-ка на север. Он не открыт. Давай. Как не открыт? Там открыт. Он access. Не-не, я не про это. Смотри, что дальше там есть. Так да можно бы вообще сюда зайти и этих обойти. И все, мы зайдем спокойно. А в этой игре всегда ночь? Да, это же киберпанк. Я думаю, вот там, нам туда, где я, в общем. Хотя тут дуэль, блин. Почему ты так решил? Там сплошная стенка и все. Где сплошная стенка? Ну дальше посмотри, как ты на базу собираешься проходить. Внутрь, сюда. Там вон поворот вниз.
Никаких поворотов. Блин, Миш, я же вижу. Ну ладно, давай попробуем. Ну вот я не могу понять, это красная или не красная зона. То есть по коридору от идем, вроде... Вот должна у нас появиться, потому что мы зашли. Ну смотри, погоди, короче, пойдет Тейт. А нам разве сюда, там требуется уровень взлома 4. Пойдет диверсант. Нам вроде. Не сюда вообще. Вот нам видишь, типа все ок. Погоди, типа все ну, ок. Ну и дальше ты что? Мне вот этот скан... Ну вот, ты видишь, туннель идет, потом вниз. Так, БСП, наверное, так, сюда. Вниз, а дальше? И еще вниз. Нет? Там нету лифта. Там в конце концов только... Сюда пришли? А, я тогда не понимаю назначение вообще этого коридора. Это другое, другая миссия, другое задание это будет, другая скорее миссия, всего. Это другая миссия, потому что там уровень взлома 4 показан. Нам вот сюда нужно. Вот сюда вот и проходить мимо охранников, скорее всего. Да-да-да, они... Они уже на нас сагрились на меня. Красава. А что, мы зашли в зону? Давай, уходи. Да ушел. Почти. Почти ушел. А слушайте, у меня какой-то перехват есть. Это что такое? Это дрона перехватывать можно, по-моему. Или камеру. Ёшки-матрёшки, что ж... Что ты там держись, будет? Всего хорошего тебе. Да-да-да, главное, настроение отличное. Ну, к маяку, да, скоро... Куда-нибудь там... К маяку и к бомжам. Да-да-да. Сольюсь с толпой. О, рядом с маяком еще очень быстро восстанавливается ОП. Жизни. Так, ну все вроде. Уровень тревоги 0. Так, я смотрите, там серия патрулей, там они по двое ходят. Надо, используя эти, как их, контейнеры всякие, перебегать. То есть бобра, стелс. Да-да-да, стелс. У Тэй есть сокрушительный удар из-под тишка катаны. Плащ. В кожу и одежду агента вплетается уникальная локна, сгибающий свет, позволяющий агенту скрываться из виду на короткое время. Стреляем с снайперки за то, блин. Уровень может и прокачать. Ну, по-хорошему она должна прокачивать. Ну хорошо, ставь. Позволяет диверсанту спускаться по канатам. Кроме того, диверсант обшаривает объекты, на которые проникает. Я пошел. Я с тобой. Ты там сразу... А, это камера. Короче, я Тэй, наверное, в стелс, короче, вкачаю. Нужно найти, где камеру отключить. Не, зачем? Просто на камеру не иди и все. Ну ладно. А может Тэй пройдет? У нее стелс есть. Да мы уже прошли. А, окей. Там, правда, за нами бегут. Давай сюда дальше. Пока БСП читает описание миссии, мы ее проходим. Я скиллы качал, Тэй. Так просто... ты же говоришь, она должна. Ну, у нее был стелс реальный, и как бы я думаю, это необходимый. Хавк, давай быстрее. Блин, да у меня какой-то этот. Да коллега. И алло? Стамина. Ой, Тэй, привет. Наконец-то, Тэй. Здравствуйте, простите, пожалуйста, не виноватая я, но само. Короче, что, мы нашли, во-первых, что у тебя много классных скиллов, но ничего не прокачал БСП, поэтому джойнься, давай скорее, и мы уже потихонечку на вторую миссию пошли. Так, Хавк, осторожно, осторожно, идут. Ты, у тебя есть стелс, я тебе напоминаю. Блин, я Хавк. Ой-ой-ой, тихо. Ну, твою налево, там еще камера... Ну, конечно, блин! Красава. Да залагало, залагало, пин плохой. Это фонарь пробегает, просто фонарь. И что делаем? Валим? Направо уходим, направо пока. Направо и сюда прячемся. Идеальный план. А что вы там про стелс начитали? Там же вроде бы его прокачать надо. Ты прокачал его. Зачем? Ты нормально делала то, что мы не можем делать. Проходить стелсы мимо камер. Не надо мне его было. Ну что, вы же сказали, вы ничего не качали. Да он соврал, он соврал. Давай джойнся скорее. На. Ты уже покушать успела, что ли, я не понял? Не без этого. Понятно. Так, все, мы вроде уже без паники. Ну, почти. У БСП тревога. У меня все хорошо. У меня уровень 2. У меня 0. Проникновение. Проникновение. Сейчас главное, чтобы у Тэй все нормально зашло к нам. Да. А получается, сейчас если мы пересоздаем, нам заново или как тут сохраняется вообще? Да, Рой, должны исследования наполовину тем временем. Ну я остановил их просто. Можно возобновить. А, да? У меня деньги тратятся на что-то. Уже тратятся, да, я возобновил. Окей.
Можем на самом деле разнообразие ради перестрелять здесь всех, всех товарищей. Это так они же бесконечные. Почему? Миш, вот твой стелс мне ей-богу. Это не стелс. Вот именно. А почему ты решил, что по стелсу можно? В синдикате не всегда по стелсу. Ты вступает в игру, доезжишь. Кошка, ты куда вообще? Сейчас примем этих упырей. Да блин, нас там сзади подходят пацаны. Да примем. Смотрите, сейчас они... всех этих троих упырей. Изи просто. Ой, божечки, кошечки. А можно как-то захват найти? Сделать? А ты где зареспаунилась? У маяка? Да нет, а, нет же, контроль. Я, в общем, одинокая она девушка. В центре города, на улице. Не заходи, не заходи, нет, не заходи. Да погнали, погнали. Чуваки, чуваки сейчас стрелять по тебе будут, зайдешь. Да они обходят нас сверху. Пошли, пошли, пошли. А нет, мы-то с тобой, да. Короче, вы прорываетесь мимо. Стараетесь а зачем не попадаться. Нам вообще туда идти? Что еще раз? Мы там нужны вообще? Ну, можете понадобиться. Я не знаю, вдруг заварушка начнется. Нет, можете так, стей пока это скиллы повыбирать. Это, в общем-то, исследования тоже. Надо делать какие-нибудь. Так, что нам нужно здесь делать? Здесь дверцу открываешь для начала. На старте. Сейчас, погоди, я... Накачал. Давай дверцу открою. И нам дальше, да? Да, и там... А, вон, в зеленую пройти. Да, в зеленую пройти. Что за звуки? Ну там двое... Нет, не заходи, не заходи. Нет, отбой. Отбой назад. А вот почему не заходи? Когда там двое людей начнут назад уже валить, тогда и... Ждем, ждем. Давай-ка у пока... них радиус вижен на самом деле очень странный. Они так, уходим, давай-ка под... наверх, наверх. Я... Наверх за контейнер. А может он там за ящиками? Да-да-да, вот сюда вот. Да нельзя. О, личка. Они сейчас направо пойдут, по-моему, да? Да, они должны направо. Ну и справа могут возвращаться, там они тоже ходят. Не, налево пошли. Ёп, вы можете оббегать вот сейчас вокруг. А, вы вообще решили вглубь... Вот, вы там будете стоять, не пойдете? Вы в тупик себя загнали, только что если они сейчас вам пойдут. С чего? Нет, они должны вот сюда вот и наверх уйти. А мы... Хоп-хоп-хоп, и все. Ну да. Да кто будет заглядывать за угол, ты что? Это же нереалистично. Все, отлично. Нет! Так, ну они назад возвращаются. Мы с тобой, собственно, взлом и за ними. То есть за ними и взлом. Только не сильно близко. Блин, тик-тик-тик-тик. А, вот так. А как отключить, чтобы стамина не тратилась? Ну, два раза не кликай, просто один раз клик и все. Он медленно будет ходить. Че-то, по-моему, у вас будет, конечно. Давай-ка назад. Может заметить с угла. Сейчас такой зайдет. Мне не нравится то, что они тут уже. А нельзя как по стелсу вырубить их? Там, не знаю, захват сделать. Можно через Alt, по-моему, как-то глушаком их вырубать. Может, вырубим? Потому что они так и будут бесконечно. Погоди. А у тебя есть глушак, начнем с этого? Нет, у меня нет глушака. О, у нас деньги закончились на исследование. Поздравляем. Но уже на почти на 3/4 уже исследовано. Так, Хошки, я думаю, что нам придется их замочить. Нет, давай попытаемся вырубить, чтобы не было тревоги. Да нет у нас глушака. Давайте. А, они уходят. Давай за ними. Так нам опять дверь все равно открывать. Да, дверь ломать, но у нас, по крайней мере, время будет. Может, подождать, пока они уйдут? Давай, ломай полностью. Я не ломаю, я взламываю. Вот, теперь поехали. Давай. Быстрее. Наверх. Роза какая-то там появилась. Уровень тревоги. Нормально. Там камера, осторожно. А почему они на нас загрелись? На нас? Я вообще стою не при делах. А почему на меня? Ну, ты я никуда не ходила? Нет. Точно? Точно. Но они не могут просто так начать стрелять. Да как? А смотри, вот там камеру можно внизу отключить. А вот это вообще что? Вот этот зеленый проход. Зеленый — то, что нам нужно по квесту. Где Ронин написано. А, это выход вот главный. Надо. Главный вход. Не-не-не. Это не главный вход, это вам туда надо зайти. А, да, это квестовая штука, да. Это нам сюда. Ну, пойдем, зайдем. Ну, камера только подожди, стоит. Камеру, подожди. Угу. Вообще можно отключить камеру сходить, но там опасно. Можно, но нет, да. Там... Один побежал туда, поехали. А что я тут стою, если у меня стелс прокачан? Я бы могла туда тоже ходить? Могла. Как раз вот мимо рабочих зайти, взять, уйти. О, нам... Эй, ты, блин, он вышел сам! Нормально, не спалили. Так, хорошая новость. Мы достали процессор FRED, фронтовой разведывательный
Разведывание экспедиции десанта. Слышали про такое? Если удастся запустить систему, наши технари из лаборатории перепрофилируют городские дроны таким образом, что смогут десантировать наших агентов в любую точку города, куда прикажешь даже в разгар боевых действий. Новые мгновенные клоны, доставляемые прямо на место. Здорово, правда? Я попрошу известных мне посредников, продавцов металлолома, чтобы нашим технарям было из чего смастерить портативный точечный ретранслятор. Еще одна вещь, без которой не взлетит. Работающая триангуляционная сеть. Придется использовать с теми же каналами связи, что городские дроны, иначе никак. Только так перехваченные нами ремонтные дроны смогут сбрасывать клонов в нужное место. Придется попотеть, но в наше время мы все усилия с лихвой. Хорошо. Дали еще одно очко умений. Да ладно, уже левелап? Угу. За миссию дают левелап. Мне не дали ничего. Как ты? Мне тоже не дали. Может, ты... А может потому, что только я зашел? Ну это глупо, чтобы всем заходить в одно и то же место. Ну, может, Хав просто... Не-не, я думаю, опыт у всех разный, и опыт дается за что-то. Да не, может, не уверен. Может, из-за того, что ты взламывал? Вот я тоже думаю за это. А, есть опыт. У меня 97 из 5000. Вот. А у меня 2502. У меня 2800. Ну, я не знаю, может, за взлом дают. Миша, а попробуй тоже туда зайти, может, тебе опыт дадут. Попробую, но что-то мне кажется, что нет. Не, ну просто проверим. Не, ну было бы логично, если бы опыт давали за совершенные какие-либо действия. Убийства, взломы и прочее. Да, зайти в зеленую коробку — это как-то глупо. Ну что, чувствуешь себя? Вообще первый уровень. Опытным. Опытным что-то не особо. Так, а мы вниз пойдем? Ну, да, больше опыта стало. На 200 где-то, на 150. Ну это может вот со временем просто. Говорю. Так, давайте, предлагаю соединиться каким-то макаром. Нам с Хавком нужно отсюда убежать для начала. И я не знаю, слушай, каким образом... Так вон вниз пойдем. Ну, вниз-то понятно, просто там же... Хав, камеры, как бы, у тебя только второй уровень вообще-то. Что? Только у тебя второй. У меня третий. Это ты третий персонаж. Третий персонаж, да. Да, я думал, это левелы. Красава. Продолжаем. Следующее задание какое будет? Погоди, нам сначала нужно выбраться отсюда. Да, это как бы... А там как-то камера очень палевна. Может, нам ее обойти? Да вот сейчас ты пробегаешь просто и все. Ну, придется еще дверь открыть. Да. В чатике предлагают просто в коробку заходить почаще. Вот мне тоже. Ой, пойду тоже куда-нибудь зайду. Так, осторожно, тут на выходе будет чувак и... А, если сразу пробежишь, все ок. Все ок, отлично. Мы вышли, отлично. Изи, по карте, изи. Теперь смотрите, раскиданы несколько маяков. Маленькие маячки, которые ни на что не указывают. Главное, банкоматы палите. Это, собственно говоря, триангуляция фредовская. Вот, мы можем ее пойти пособирать, либо пойти на большую миссию, на Всемирный банк. Давайте в банк. Деньги нужны. Давайте. Капец, давайте, как. Тогда наверх идем. Еще лазерный. Да, я хочу глушитель. Мне на следующий уровень взлома нужно еще одно очко умений. Да скоро левела будет. Повышает максимальное здоровье, это нафиг не надо. ХП же не качаем, правильно? Ну, я думаю, по идее должен скачивать, но... Пистолет скоро-скоро прям будет. Уровень сложности тут нет никакого, получается. Есть Iron Man здесь. В принципе. То есть, если твой персонаж дыхает, то все скиллы дропаются. Для вас. Ребят, а вот то, что дроны летают, с ними можно как-то взаимодействовать? Я могу их перехватить. Хватит. Да. Сейчас я найду какой-нибудь, попробую перехватить. Ну, вы уже пробежали. Хватит. Ой, какая... Вы спалите банкоматы, если ездите? Да я пытаюсь спалить, но у тебя глаз наметан на них, а... Не, ну там просто зеленая коробка. Сбербанковская. Вон, светофор тоже зеленый. Дерево зеленое. Голограмма дерева. Маяк, сейчас я зайду. А что за лифт? Ну ты смотри сначала, куда он ведет. Если ты за мной бежал, то это там просто, чтобы по зиплайну спуститься вниз. Там за новые сообщения меня. О, я, кстати, это я могу по ним... Я нашел банкомат! Хорош. Я нашел маяк. Ты тоже нашел маяк. Наверное, а, ну сюда. Да. Мне нужна тут саппорт. А где ты? Блин, я не знаю, как на карте показать. Сейчас попробую там, может, маркер можно поставить? Я, короче, в самом низу. А, один, я вижу, ты не добежал. Бегу к вот тебе. Вот, я поставил Вижу тебя. Тут дрон просто меня палит.
Ты давай пока исследуем здесь, что есть. А я нашел, кстати, банкомат тебе, Хавка. Да что исследовать, надо заходить и делать. Сначала этот возьмем. Так а почему ты сейчас не ломаешь? Да я хочу, чтобы ты посмотрел. Ломай, ломай. Я смотрю, что? Ломай. У меня есть план. Давай я сломаю камеру и спрячусь в стелс. Окей, а что мы будем делать, когда прибегут ребята? Я хорошо. Банкомат-то все равно должен хакер взламывать, у него шансов больше. Изи. Так то я просто... камеру отключаю. Так, ну, ты их сломаешь, они потом настроятся обратно. Там два банкомата. Два где, банкомата. Где? Хавк за мной, рядом с банком. Может, сразу банк взломаем? Банк это, да, обязательно. Маршрутизатор разброс служит для распределения любого маршрута, для вычитания критически важный момент, поэтому при выходе из строя быстро ремонтируется. Где банкомат? Вон, увидишь сейчас. Интересно. Видишь? Две камеры, отключение камер слева. Да. А там требуется уровень взлома 5. 5? Да, и 3. То есть мне еще один левел-ап нужен, чтобы левый взломать, а правый нельзя. А вы рядом тут, да, получается? Да, мы рядом. Это самый, походу, крутой банк здесь. Так я же говорю, можно было бы их сломать. Я могу отключить камеры, если хотите. Да, можно. Вообще нужно пройти сюда, по идее. Да, нам через этот проход для выполнения миссии. Там мы левел-ап как раз получим. Мы по миссии сюда пришли, правильно? Да, 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 да. Мы на мели, кстати, еще, поэтому... Сейчас исследование закончится, нам буквально минута-две осталось. Пока нет, требуется уровень 2. Везде уровень 2, да? А камера какая отключена? Я не знаю, они вот, которые банкомата отключились. Так, может, и... Почему ты... Здесь два банкомата осталось. Почему ты не взломаешь тогда его? Там пятый уровень требуется или что? Пятый и третий, у меня сейчас второй. А, все. Окей. Так, стоп, камера. Камера, стоп. Пробегаем? Понятно, да, пробегаем. А можно через... Ладно. Тут дроны летают, народ есть. Так, а вон смотрите. Слева да. Можно какую-то дверь открыть и пройти вот наверх. Зря включите вот... Зря красава. Не спрятались, да. А меня-то как спалили вообще? Предлагаю... Понятно. Принять бой, потому что нам здесь негде спрятаться вообще. Я пока ломаю. А, да, заходим внутрь просто. Ты готова заходить? Заходим. Да. БСП, ты куда ушел? Ну, и нас обрезали, как сказал Бонич. В смысле? Я там... А, понятно. Проходим, просто сразу миссию выполняем, и все, тут какие-то слабенькие вещи. Слушай, тут уже камеры как бы... Ладно, я на своей волне буду. Да, забейте. Можете, вот кстати, возвращаться уже. Миссия выполнена. Работа выполнена. Оп. И что дадут? Что? А это тоже level так up, должно быть? Левел ап, по крайней мере, у меня. Что за... $6000, ребята! 6000! Так, надо свалить только. Шесть ка. Хав, беги. Беги, направо уходим, направо. Ты, у тебя стелс не забывай. Направо, Хавк. Так, у нас исследование идет. Исследование просто почти завершено. Ой, игра вылетела. Ой, там пацанчики выходят. Капец. Исследование завершено. Это только камеру отключит, нам не сюда, Хавк. Где ты-то? Ты наверху. Ты убегает? Она вроде бегает. Эй. Да. Короче, здесь тупик, не надо сюда было бежать. Хавк падает, забиваем на него. Что? Пробуем свалить. Подъедьте. Ребят, вот. Эй, воскреси. Эй, спаси, пожалуйста. Блин, по дронам нифига не попрошу. Правой кнопкой по нему можешь попробовать спасти. Почему вы меня не слушаете? Я единственный оставшийся в живых, нормальный. С полными хп. Вы куда-то чаржнулись опять. Мы выполнили миссию, ты нам должен 1.5 ка. И исследование завершено. Исследование завершено, я знаю, потому что я его ставил. Делаю исследование этого пистолетом лазерного. О май гэ. Да не говорите, ребят, тимплей просто зашкаливает. Я не знаю, бобр побежал просто. Все, координатор плохой у нас, короче. Нормально все. Единственное, что зачем побежали в эту дверь? Это была ошибка. Надо было мне сказать, что не надо туда бежать. То есть вы все гуф, да? А я воскресился за голду вроде. Как? Зачем за голду? Не знаю, просто нажал. Там же со временем рез. Да? Да, должен быть. Я надеюсь.
Но что-то я не появляюсь. Я появился. Ты появился, нажми кнопочку F. О, спасибо. F? Да. О, ха-ха. О. Простая миссия. О, я могу дверь открывать сам, прикольно. Так, если... это левелап у меня. Давайте сейчас мы... Кто там стреляет опять? Исследование, экипировка, умение. А кто сюда нам привел пацанов? Почему нас здесь убивают? Эй, уходи в стелс. Пушка вышла. А, ну молодец. Зачем ты... А я как встала, так и пошла. Так, сколько у меня очков? Мне еще не дали левел. Почему все персонажи... Я рекомендую всем купить глушаки. Это, ну да, мы уже можем себе позволить. Потому что можно будет нормально их вырубать, ребят, без палева. Так, тут есть опция, раздает всей команде стимуляторы, которые на короткое время повышают бдительность и скорость реакции, замедление времени до 50% от нормы. Это, судя по всему, именно координаторские хрени. А он автоматически глушитель ставится? Нет, его надо эквипать, кажется. Ну, у меня написано снять, значит, он эквипнулся. Да. А, да. Так, пока не будем. О, он автоматом на все пушки ставится, которые есть. На все? Да. Он мне сразу и на винтовку, и на еще какой-то пистолет воткнулся. Не, у меня только на... У меня только на пистолет он поставился, и все. А вы какие пушки-то взяли? Там пистолет этот новый... У меня Линкольн. Собственно говоря. Линкольн с глушителем вообще должен вырубать ребят изи. Мы все гув, да? В смысле, я не умирал ни разу. А что за гиперпротезы? Ну, это вот снижение. Агментации какие-то там, прыгать высоко, бегать. Это мы еще найдем? Я думаю, да. У нас пока недоступно. Так. Да, на каждое оружие отдельно покупается глушитель. Кто-нибудь снайперскую так, вторую брал, кроме той? Я не брал, у меня нет. Я возьму, проверим. 6 косарей, так, просто я... изи. Уже 3,5. А что у нас? У нас что у нас стоит? Взломанный банкомат. Почему-то там, там галка стоит. Где? Что вот за активированный банк этот? Мы у главного входа в банке, по-моему, банкоматы не ломали. Ну, Хафт не получил левел, еще третий. Да. Или получил третий левел? Нет, мне еще нужно XP. Блин, тут столько заданий, капец. Давайте так, может, повоюем? Можно было бы здесь сейчас кипиш устроить, потом может, после хотя чего бы, хотя бы... у маяка спрятаться и потом ломать. Кого ломать? Так ты не сможешь. Банкоматы. Ну, ну хотя бы. Банкомат можно просто взломать и все, больше ничего с ним нельзя сделать. Ну так тебе экспа нужна, чтобы отсюда не уходить, можно было бы здесь навести панику, постреляться и... Экспу получить. Убийство дают? Должны. Конечно. Можем вернуться, отомстить тем упырям. Если хотите. Там да, вроде бы как говорили, что с мобов еще лут падает. Надо проверить. Комплект просто падает, чтобы можно было... Давайте добьем левел, действительно. Я тоже поддерживаю тему с постреляем. А, я только один банкомат смогу открыть, потому что ничего страшного. Требует 5 уровней. Ты левел повысишь, уже будет хорошо. Экспа не пахнет. А куда у нас 3000 денег ушло? Все глушители купили. Ну, там... Во-первых, исследование лазерного пистолета идет. А, для да, начала. Еще да. А он нам точно нужен лазерный пистолет? Ну, я... Но если Миша будет им пользоваться... Ну, это же весенняя коллекция. Бенуус активировал премиум ваш канал. А и панк еще будет. Он со мной. Надо просто позицию занять хорошую. Вы посмотрите, сколько экспы вообще дают за пацанов. Миш, ты не зашел к нам. Да, сори, я... Сейчас у вас должны быть стимуляторы какие-то. А, нет, это у меня на D. Спак? Раздача стимуляторов. Наркоманы. Все, замедление времени будет на 50%. Сейчас самое важное его. Не, ну это... Все нормально. А он бесконечный у тебя или видимо, что? Видимо, да. Че, без КД, что ли? Ребят, на нас уже бегут. Предлагаю стрелять. Пора мочить. Бах. Ну, стреляй, ну. А патроны бесконечные?
А кто там стреляет? Наверху. Откуда? Как он умудряется? Он же внутри стоит. Я камеру сбил. Слушайте, он там из-за текстуры, что ли, стреляет? Это как? Можем ли мы по нему попасть? Я пытаюсь монтажную фигню убить, не бой, что-то меня убивает. А почему хп тратится? Это от стимпака? Не, он я, тебя я, попадает. Я умер, ребят. Ой, они в текстурах бегают. Ребят, ребят, воскресите, я сзади. БСП. БСП! Я сзади, воскресите. Чё кидало какие-то? А зачем ты... Я мог тебя резнуть, зачем ты отжал? В смысле, ребят, отжал? Это у меня... нечестно, они стреляют через забор. У меня прошло время. У меня оставалось еще, что у тебя четверть была. Нет. Мы периодически по ним попадаем. План, плохой симплей. Да, на это надо же сыграться. Четыре человека, непонятно, что происходит. Вы ой, сзади еще очень начинает. Странные принимаете и губа. Тейк сейчас умрет. Ну. Эй, не стой. За укрытие прячься. Миш, тебе ты тоже отходил. 15 стелс-скиллов. Ой, тут не соображает, товарищ. Вам бы пройти ко мне. Блин. Я его сниму. Давай. А, у них щиты. Это как раз серенько, это щиты, да? Мутоны пошли. Я бегу его и выбью. Давай. Атака с ноги снайперскими. Хочешь? Да, давай с ноги его. Еее. А на какую кнопку? О, левел апы дали, смотрите. Как его, да? О, там дроп упал. Уровень у вас, пацаны, и девчонки. По сравнению с Helldivers'ом, что-то не очень здесь этот... Да, так это не... Ну, это другого не для... жанра вообще часть. Игра. Тут не просто бегаешь и стреляешь, тут надо будет... Банкоматы, взломы, стелс. Я понял, игра про банкоматы. Наверх пойдем? Ну, вообще я предлагаю вернуться к банкомату, сломать его, потому что левел мы получили, постреляли. Мне еще не дали. Как дали тебе? Ну, это у него тебе... с прошлого раза, видимо, очко висит. Да, у меня очко с прошлого раза. Мне еще 1000 экспы надо. Очко висит с прошлого раза, хорошо. Ой, смотри, там локальные данные можно сканировать. Или вы брали уже. Чуть-чуть не хватает, кстати, урона, чтобы снять камеру с первого выстрела. Так, новые прибегают. Где? Нет, не прибегают. Да вон двое справа наверху. Да, там реально бегут. ПСП, а ты взял второй уровень монтажника? Мне нужно 2 очка, чтобы его активировать. Ага, ну вот как у меня. Да, не очень работает. Работаем? Работаем, ребят. Гранату можно кинуть? Если она у тебя есть, кидай. Давайте сначала того, у кого брони нет. Миш, неправильно подошел. Надо было вот так вот делать. С ноги его, с ноги. А пистолет как, нормально работает? Если бы меня еще не лагало. Миша, я тебя хилю. Я вижу, но как бы... Просто запинался и все. БСП, на альт мили атака? Я просто подхожу и вплотную он автоматически бьет в мили. Надо еще одного бобра убить. Может, камеру тогда лучше? А за камеру экспу... О, мне за камеру экспу дали. Качаю третий взлом. Чем? Пойдемте взломать. Короче, к нашему методу прохождения, я полагаю, мне нужно просто хп вкачивать и всех с ногой. О, бежит. Бегут, летят. Ребят, возвращаемся в
Мне кажется, что пистолет работает только хорошо только на ближней дистанции. Этот, по крайней мере. Потому что издалека какая-то шляпа получилась. Вы-то оттуда потом не выйдете, если я уйду. Так, БСП, давай, с ноги дрона. Не слушают меня, ребята. Он не бьет с ноги, почему? Как не выйдем? Почему не выйдем? Ну, у вас, вам дверь нечем будет открыть. Я могу открыть его. Чем? Ну, у меня там электрощит взламывает дверь. А, ну ладно тогда. Так ты получил левел, да, Хавк? Угу. Банкомат ломаешь? Еще трое. Ты осторожно назад. А вы куда побежали вообще? Не знаю. На войну? ОМГ. Ну, вроде все, они потупили, и мы... Ты уходи! А, ты решил в снайпера поиграть. А мы не воюем? Нет, нет. Мы же за экспо их пришли. А мы уже получили экспо, и Хавк ломает банкоматы, поэтому все хорошо. Хавк, не забудь оружие убрать. А, ты убрал. О, установлена программа. Все еще. Хавк, а, отлично, да. Там, когда у тебя оружие в руке, у тебя красная иконочка. Угу. Че, все, валим отсюда, куда дальше? А, ты, у нас задание миллиард на самом деле. Что еще раз? Задание миллиард у нас. Выбираем по вкусу. Что там поблизости может есть? Так, это... Городское управление по надзору, допустим, можно взять. Или виверные склады, что лучше. Да, что ближе. Ой. Но я предлагаю все-таки городское управление, там, по крайней мере, понятно, куда идти, а складываю верно, не совсем ясно, что именно имеется в виду. Городское управление. Помимо всего, они контролируют городское управление по надзору. Мы можем внести помехи в их систему распознавания лиц, чем значительно облегчим себе жизнь. Камеры наблюдения на 50% медленнее. Награда будет. Хорошо. А может, награды просто оценим, ребят, по миссиям? Что вам хочется? Это уже хорошо. Камера на 50% медленнее, это очень хорошо. Триангуляция. У нас же, по сути, есть хав, который их ломает. Не всегда там же нужно добраться. Всегда. Время вызова подкрепления на 50%. Например. Короче, я предлагаю на CSA идти. Я вам предлагаю наверх идти. Там камеру можно выключить. Ну просто сходить, чтобы выключить камеры? Лишнее. Ну, там, наверное, ништяк какой-то есть. Давайте все-таки вниз, на маркер. Как скажешь. Так. Вниз на маркер. БСП, ты куда убежал? Тебя найти не могу. Там один маркер, он пульсирует желтеньким, вот туда надо. Что ж вы пристали своими маркерами? Ой, какие вывески здесь красивые. Здесь нет быстрого перемещения по карте? Ну, маяки же позволяют это делать. В маяк идем? Нет, мы уже пешкарусом дошли, тут уже все. Место для маяка. Туда маяк надо воткнуть, БСП, смотри, пониже. Тут, там можно просто его активировать, и все. Так я давайте его активирую, вы сюда потом прыгнете. Можем. Тут бочка есть, ребята греются. Скоро будет лазерный пистолет, совсем-совсем скоро. Который мы не будем использовать. Uh-huh, uh-huh. Готово! Good job. Что вы сделали уже? Нано-роботы еще какие-то. Ладно, что делаем? Идем на пульсирующий маяк. А это куда? А то, что здесь мирные НПЦ ходят. Это так, декорация? А я банкомат еще вижу, вы что мне не сказали? Вот это вот. Какие-то вы слабые на банкоматы. Ломай. Просто ломай. Хорошо. Изи. Софт говно у них. А, вот, CSA, вот нам сюда, да? Да-да-да-да-да, я пока смотрю, обхожу вокруг. Тут вроде есть как зайти по-другому. А какой это год-то, что тачки такие классные? 2017.
То есть буквально через полмесяца такие тачки будут? Конечно. Неплохо. Так, я вижу дверку, которую сломать можно зайти. Миша, Миша, у тебя гром! Ну кто там с автоматом ходит? Как так-то? А с пистолетом бежал. Че здесь город? Блин, а почему они так поздно меня? Плохо работают. Только сейчас остановили. О, маяк. О, меня машина чуть не сбила. Блин. Так, я нашел одно место, где можно войти, в принципе. Нашел место, где можно. Там просканируют локальные данные, я еще скажу. Пока там держитесь. Миш, ты можешь умереть, я тебе резну. Не, не хочу. А. Я банкомат нашел. Хошк. Погоди, я сдам. Банкомат, вообще ни камеры, ни полицейских, никого. Один только бомж бегает рядом и все. Так это замаскированный мент. Видите, да? Давай сообщение прочитай пока что. Ну я могу сам его сломать с 39% вероятностью. Но так, мне повезет, мне постоянно везет. Конечно. А мне не разрешают банкоматы ломать. А ты не умеешь просто. Через альт кликнул. Я локальные данные сканирую, вы хотя бы читаете? Конечно нет. Хав, ты идешь к банкомату или да все-таки... Ищу банкомата, где? Блин, я не вижу вас на карте. Я активировал маяк. На север иди, на север. Вверх. А, ты на самом верху, где маяк? Да. Вижу ты, да, все вижу тебя. Бегу. О, еще есть маяк, надо активировать. Я рискую, чуваки. Кто чем занимается? Да, ну, все при делах уже. Я полезная. Сколько уже у нас банкоматов? Я выключил свет в северном районе, не знаю, что это даст. Тут какое-то палево. У нас уже с банкоматов 2,6 долларов. Миш, тебя палят. Как? Почему? Я сейчас стрелять начну. Я тревога. А почему? Да? Ладно, меня спалили, значит. По мне стреляют. Давайте отвоевать. Так, давайте это самое. Где БСП, что ему нужно? Что он делает? Я разведку хотел вверху. В общем, вход здесь только два. Снизу, где вы были, и сверху, где я. А то есть там как? Вы играете. К тебе бежим? Вот у вас там не было разве входа? Нет. Слева там, по-моему, должен быть. А мне кто-то стреляет, значит... давай его замочим. Давай. Ну, свидетелей нет. Не, ну а что он тут? Охренел, да. Все нормально. Короче, входы где? Ой! Окей. Ой! Да кто там тревогу-то? Бежим, короче, бежим, бежим. Бежим к БСП. Давайте его. Там маяк есть, отстреляйте вот. Здесь я вижу камеры, можно отключить слева, проход был БСП. Я не видел его. Отрываемся, да, ребят, отрываемся. Бегите, или... Все, сейчас налево. Ага, окей. И вверх. Под камерой-то бегать зачем, Миша? А я чего? Я ничего. Маяк в переулке, заходите туда просто. Господи. А почему они такие злые? Я ж просто по улице хожу. На нас тревога идет. Че, держим оборону здесь? Что, маяк. А это нормальная мирная зона или боевая? Нет, ну, видишь, на карте она не боевая. О, второй уровень же. О, третий уровень тревоги. Второй уровень тревоги. У меня спал уровень тревоги. Так, чувак заходит, ребят. К вам зашли. С ноги сразу его. Прописываем. Пинай, пинай, пинай. А он не местный. Наш район. Все? Все, нулевой. Подождем здесь сейчас. Еще один бежит. Еще двое. У вас, кстати, левелапы. Не качаете пока. Подфармим немножко здесь. Отходи назад, 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 назад. Они должны заходить просто, заходи должны. А он через стенку стреляет. Блин, их много. Слушайте, они еще там бегают, подхиливаются. Мы тоже хиляемся. Я в упор иду. Давай. Новые идут, слушайте, ребята, ну, давайте, в разнос, хилим. В разнос. Заходим. Фонтаном стоит. Фонтаном, да. Ноги. Изейшая. Тут как-то еще можно стрелять на бегу.
Пинайте их, пинайте! Вы спец сейчас умрёшь. Запинали реально. Пойдемте подхилимся. Да, только здесь один еще враг, ну ладно. Это и не надо, давай хиляться, и пусть он за нами придет просто если. Ага. Вот это сыгранность. Я вкачаю себе, пожалуйста, вместо того монтажа ненужного. Очки здоровья. Да погоди, давай монтаж качать. Ты можешь посмотрим хотя бы, что монтаж делает. Он отключает вот эти штуки. Какие? А это что за штуки? Он свет врубает ненадолго. Ну, вырубим, посмотрим. Так я вырубал уже. То есть фонари отключались вот эти вот, и все. Больше ничего. И он включился обратно через там. Ну зачем тебе ХП? Мы по стелсу играем. А, ну да, я заметил, сори. Так нам куда? В какую дверь? А, куда нам? А вы куда идете-то вообще? Нам вниз. Нам вниз. Откуда? Налево, да, вот туда вот. Вниз налево пошли. Там камеры. Пожалуйста. Пушки уберите. Ой, я достал с этими словами. Вон, дверь открывается. Заходим, да. Заходится. Убивается. Там дальше открывать? Камера. Давай открываем. Вон можно фонари вырубить. Так, где камеру отключить? А как зайти там вообще? В смысле, проходишь и все? Ну проходи. Нет. И все. А, погоди, а что это? Как будто питания нет, там иконочка. Да, там какой-то значок. А я прошел вроде, ну там ключи. А как прошел? Сейчас я отключу с той стороны. Это баг, походу. А как? О, я прошла. Да. А я кто? Миша, я открою, стой. Как? Миш, попробуй тыкнуть, укрыться за дверью с той стороны. Что? Камера, внимание. Problem solved. Игра совсем не багнутая. В смысле, я дверь открыл, и все окей. Конечно. Слушайте, а тут еле-еле можно пробежать, только еле-еле. А, смотрите, камера слева отключается за стенкой. Да, вижу. А, вот еще там еще один боевой товарищ. Погоди, там пацан идет. А там не сходи. Да. Ну, что вы сделали? Пинаем, ребята! О май гад. Давайте камеры выключим. А куда он убежал? Нет, все. Успели? Камеры, не подходите! Это что же вы делаете? А это камера? Где камера? Изи. Зачем ты ее сломал? Я ее выключил. А вы в курсе? Я со спины ваншотаю их. А да, почему они умирают я сразу? Я два раза. А, это типа стелс, я понял. Если они не видят и ты с ноги, то это ваншот. Класс! Ребят, там еще бегут снизу. Так может быть по стелсу тогда он проходить? Игра сама уже показывает, что стелс это тема. Мы тоже игре показываем. Что это за инопланетное сражение, Миш? Пиу. Пока можно, надо сражаться. О, там лут какой-то. Легендарочка, кажется, дропнулась. А как лут взять вообще? Что-то не пробивается практически. Снизу стреляет упырь. Лут это боеприпасы просто. Не кончаются. Так, нам а куда нам в конце концов? Ага, вижу, все. Ну пробегаем, что? Ребят, пробегаем. Нормально, это изейшая миссия очередная. Нет. Ой, как меня колбасит. Так, тут камеры выключенные. А это есть этот вот... Ну за это экспо наверняка дают еще. Пистолет. Что еще раз? Это есть тот самый лазерный? Пиу-пиу, да, и по счетам повышенный урон, а так он хуже, чем... Погодите, сначала я пойду данные сосканирую. Конечно, сканирую. А, Миш, ты можешь сразу, стой, кто-нибудь еще нажимайте, чтобы мы открыли. Да-да-да, все нажимаем, открываем. А уже поздно. Надо сейчас еще раз будет. Давай, на счет три, раз, два. Три. Понятно. Просто командная работа. Е-е, я зашел в ящик. Ребят, а кто стреляет там сзади? Там два упыря, ребята. Успешное проникновение на станцию. Так, камера наблюдения на 50%. Короче, тут моя война, ребята! Война! Так ты за укрытие прячься, что ты стоишь в чистом поле? Я не знаю. Тей тоже прячься. Тей, прячься. Так, я по щитовику стреляю.
Ой, ты умерла. Пробую. Резаю ее. Пробую, резаю, но у меня тоже хп мало, так что... Хотите, а я валю. Хав, нам тут та помощь не помешала бы вообще-то. Вы там уже гуфы. Ладно. Настало время героя. Давай, мочи с ноги. Пока, слабачи. Я умер. Ой, я с другой стороны в стенку вошел. Как? Я не знаю. Я тоже хотел. А зачем ты назад возвращаешься? Я прячусь. Я стрелс есть, стой. Зачем тебе? Я не могу, это может. Я убежал, банкомат. Стоп, а кто там с кем сражается? Подождите, тут сражается... А тут две банды. Тут наши есть. Тут, так это нет, это не наши, это просто две банды. Сиреневый и белый. Ой, с меня что-то выпало. Так, ну возвращаться будем? Или забьем? Типа миссия выполнена и все отлично. Теперь камеры, короче, на 50% медленнее. Помоги. Да. Так. Караульный пост. А вот здесь у нас что внизу? У меня есть меч! Он со стартом расступен, кажется. Нет. Ребята, давайте вот это, мы рядом с ней уже находимся. Как, какая, что? Ты уже выбрал миссию, вот. Что ли? Да. Окей. Аккуратно, тут камера только. Да. Ай. А я умею. Да как? Я открою его. А, все, я тоже умею. Слушай, может, не будем пользоваться такими штуками? Теперь можно просто через стенки. Ребята, а вы где? А мы через стенки научились проходить. Точнее, Тэй научилась. Как Блейдмастер? Да, да. О, я нашел вас. Сейчас я вам дверь открою. Не да не надо там дверь там открывать. Уже. Нам надо вот сюда выходить оттуда. Вон там камеру можно отключить. Не гори. Тихо, они крадутся. Давайте. А это уже следующая миссия или мы просто... Следующая. С ноги давай, сразу. С ноги. С ноги же. Работаем. Опа! О, ты вообще... Ты... У меня катана есть. А, ты с катаной ты убил ее? Я пойду камеру включать. Катана, на камере не палитесь, ну ребят. На камере не палимся. Ребят, нормально, ты знаешь, что делать. Там с одного удара убивай просто и все. А мне нужно энергию зарядить, блядь. Пистолетики не очень работают. Как-то. Эй, ребят, да, меня убили. Как улица, чисто поле. Эй, все, блядь. Ты читер, бавойся. У меня резь? Возможно. Да. Ой-ой. Ты, тебе помощь нужна? Да. Хав опять стоит. Стой, что-то там много народу, ребят. Хав, зачем ты... Блин. Лежите пока, погодите. Мне кажется, тут многовато их. Да, я не успел остаться. Что-то стелс мне подсказывает, нужен в этой игре. Я вам это с самого начала уже говорю. Да не, нормально. Ты повозишь что-то. Это я от злости. Тут какие-то продвинутые уже товарищи вот со щитами все чаще встречаются. Да, просто так не ломиться. Я скатал и всех ваншотну. Я умею. Ну подходим, мы бесконечные же, учитывая технологии современные. Давайте нормально, может. А все, как это нормально? Давайте по стелсу. Надо продумывать, а не вот так вот лезть вперед. Сейчас все запинаем. Тут бесполезно лезть там, посмотрите, сколько пацанов-то. Ну вон вышел один. Не агрис там. Сейчас ребята уйдут. Блин, я, кажется, на грани. Может, пока ачивки поделаем? Ладно. Что? Я пытаюсь на слома уйти. Ты, Миш, умер бы и все. Миш не Айронмен. О, тут можно... Да, согласен. Ну как-то не хочется умирать, вы знаете, хочется жить. А не к тексте подбежали. Я могла бы в стелсе прийти за тобой. Не надо, нормально. Я попробую уйти огородами. Есть одно местечко. Ага, я слышу как-то.
Не, ну задумка в игры отличная, но мне кажется, все-таки это не допилили что-то. Боссе. СГ версия. Какая? Этот банкомат тоже сломан? Если галочка стоит, то сломана, да? Да. Да. Там на карте еще показывается. Так, ну я справился, ушел, жив-здоров, все дела. Куда идем? Следующая миссия какая? И левелапы у вас у нас. Да, пока нечего качать. Так, то есть это мы на эту базу не полезем? Здесь я убираю этот маркер. Не, есть задание там в центре базы. Мы не полезем. Ну, очевидно, нет. С вашим методом это точно мимо. Ну так куда идем? Просто здесь прям под боком. Ну да, там два задания даже там есть. Ну погнали. Да, мы не пройдем. В смысле? Ну, только если по стелсу нормально, потому что... Ну, естественно, по стелсу, я камеру отключил. Окей, давайте, хорошо. Что-то выходит так на нас, давайте отойдем. Раз. Так мы на мирной зоне стоим, все в порядке. А, ну. Два. Так, подошел, короче, в упор. А что вы там делаете? Три маркера на этой базе. Вот я маяки включил вам. Если типа аккуратно проходить, то надо на... Ну давайте по-тихому сейчас дойдем. По-тихому. А есть альтернативный путь на базу, вы в курсе? Да пройдем через главный вход. Хотя нет, давайте альтернативную. Где ты там нашел? Во, пойдемте. Пойдемте за бобром. Бобер знает. Команда. Норы. Слоумо со стелсом отлично сочетается. Говорят, я там прокачал пока вам энергию побольше, скорость. Ну, вот шкала, видите. Энергии немножко увеличивается. Вот в этом зоне. Немножечко увеличивается. Это вообще здорово. А, так стоп, там не зайти, там красный зайти. Вход. Господи, это эвакуация, сорямба. Это косяк. Понятно все. Тогда какой еще альтернативный вход? Сверху, возможно, есть? К БСП можно альтернативный. А где сейчас я вообще? Ты... Ребят, а если... ОМГ, как я туда попал вообще? Где ты? Дальше! Я буду исследовать пока что. Давай. Понятно, БСП говорит, давайте по стелсу. Я тебе говорю, я просто нажал бежать за вами, у меня персонаж как туда попал, я пипец понял. Ну там ходит же, периодически открываются ворота, видимо, он решил срезать. И как-то так получилось. Ну, сейчас открываться опять будет. А если зайти через эти ворота и прятаться... вот по бокам же есть вот эти вот лавочки, стеночки. Там прятаться, ждать, пока все уйдут и потихонечку пробираться. Эти лавочки, стеночки, они не полностью закрывают. Они наполовинку только. Поэтому, кажется, за ними... Ну, можно попробовать, конечно. Я захожу, в общем. Легко, раз... Вообще, и самое оптимальное... Но мы же договорились это не делать. Как не, ты как не делать? Ты попытался пройти и посмотреть контрольные точки, где тут можно прятаться. Слушайте, а как нам щиты получить? А почему они забегают опять? Хорош. Да, только сейчас сюда все стянутся. А, какой... Ты что? А почему ты сдаешься, слышишь? Я не знаю, оно само. Отменить. Все, вот здесь нет, можно... это обманка, они, знаешь, она типа сдается, они подходят в мели, а нас в мели с катаной, короче. Ну мы здесь ждем. Сейчас камеру выключу. Бери. А что? Кстати, из-за того, что я прокачал взлом, теперь камеры дольше не работают. Вот так вот. А что такое 110-10? Это номер телефона. Если сломается, то звонить по нему. Куда пойдем? Наверх? Я думаю, да. Вообще я по контуру прошел, посмотрел, что тут вообще есть. Только там аккуратно, там. По контуру можно было бы аккуратненько по стеночке. Может тогда налево? Там камеры отключены пока что. Давайте вниз. Только так. Там как раз никого рядом нет пока что. Вообще никого нет. А, вот камеры подключились, но можно новые отключить вот здесь вот хавк, видишь? А вижу, да. А как там спалили? Только парень идет. Там парень идет. А вы его стелса можете убрать, чтобы он тревогу? Я могу, где? Вон внизу. Где? Он идет с фонарем. Ага. Ой, он да ладно. Что ты? Давай. Выруби его. Нормально. Правда, палево. Я бегу камеру включаю. А я предлагаю все равно туда всем за после этого забегать.
Сейчас камеру выключим. Рядом вообще никто не никуда. Это, кстати, вот этот выход халявный. Да-да-да, я отсюда как раз и свалил. А, то есть это эвакуация будет здесь. А вот справа камера все еще работает, посмотрите. Ну, ты вруби свою фигню, чтобы посмотреть. Видишь, там нужно другие отрубать. Давай вниз пойдем. Может ее отстрелить просто и все? Да. Да не надо, она же запалится. Нет, если ты будешь стрелять с другой стороны и успеешь... Погодите, а вот здесь тоже выход? Да, вниз спуск это, явно. Спускаемся? Миш, БСП, мы могли бы с тобой на счет три камеры отстрелить. А, давай. Снайперок. Раз, смотрите, два, я вниз три. Спустился. Ага. Блин, зачем вам вообще убивать было? Я потому что можем. Бегут. Да? Потому что можем. А пацаны бегут, ребят, уходите, уходите. БСП вниз, давай, к нам. Не надо камеры отстрелить, там сразу народ сбегается. Ну, ничего страшного. Камеры теперь нет, мы ушли. Да. Все ок. Можем с этой то же самое сделать и забраться все наверх. Ух, ничего, здесь какая штука. Нет, давайте по стелсу. Я тоже предлагаю по стелсу. По стелсу есть, у нас глушаки на винтовках. Никто ничего не видел. Да блин, ты понимаешь, у них выключилась камера, они сразу сбегаются. Там же на мониторе все происходит. А можно оббежать ее, вот, или она палит? То есть если прямо под камерой пробежать? Но я так понимаю, темное место — это безопасная зона. Давайте проверим. О, правда. Будем снимать эту камеру или направо. Прибегут? Да зачем? Они прибегут. Не убивай, не убивай. А хочется. Так. А куда нам вообще надо? Я вижу, где еще можно камеру отключить. Аккуратно, аккуратно. Не видит она пока тебя. Ну я подожду, пока она провернется. Да. Ничего себе. Там два пацана и дрон бегают. В общем, я бегу еще камеру отключать. Животик в тени. Так. Я тут еще место нашел, где можно спуститься. Сейчас я камеру. Ой, аккуратненько ты, сейчас тебя могут заметить. О? Ребят, ну вы чего там? Ну так получилось, ребят. Ребята, здесь, бы далеко было. Я камеру выключил, здесь есть выход вниз. Там бегут уже чуваки куда-то. А это какая-то ядерная база, что ли? Не знаю, что здесь. Ну это военная база. Ну вообще нам хавк, нам правильно, нам может по контуру пройти, давай посмотрим, что там. А где вы? А. Мы вниз спускаемся. Вижу. Смотри, там шаттл какой-то классный. Беги, хавк, не останавливайся. Нас да, за нами никто не бежит. Это ты так думаешь. Там еще камеру можно выключить. Капец, нас обложили. Тей, давай назад. Вы там, ребят, держитесь. Бежим и наверх. В принципе, мы и без вас можем пройти. Да-да-да, мы, по крайней мере, тут пробуем свалить. Так, ты отключил, да? Давай попробуем. Да, ну, да. Вон показывается. А вон, смотри, куда нам надо зайти. Я туда уже иду. Давай вместе зайдем. Подождем здесь пока. Угу. Не, ну как-то миссии, то есть просто прийти, зайти куда-то и все. Слабенько. А, это вы уже нашли эту точку, да? Отлично. Прототип. Но тут еще три точки. Тут еще три точки на этой... Ой, еще две точки на этой базе. А получается, если мы умрем, то придется заново бежать сюда. Угу. Нет, скиллы... Ну, в смысле, если все умрем? Видим. Так, что же делать там? А, погоди, на карте же были... Вот там, да, хап, теперь нам по правой стороне, вот самый верх идти, видишь? Да. В казармы. Там дрон. Ребята, вы можете пока параллельно с нами взять этим. Арсенал, да. Я правда... У меня дрон тут спалит. Я фиг знает, как туда пройти, но... Хорошо, Тей, у нас с тобой миссия. Блин, меня дрон спалил. Что делаем, БСП, мочим? ОМГ. Готово. Так, а, идут? Молодец. Так, сверху двое, давай-ка попробуем. Помоги. Придется, наверное, сражаться с ними. Мы... Валить надо. Снайперкой же можем фокусить. А они пока нас не видят, кстати. Давай. Я, короче, пытаюсь свалить. Везет тебя. Снизу видели. Да там дрон спалил. Беда, сверху три человека. Постарайся не стрелять. Я отсюда. Господи, со всех сторон. Я данные, короче, сканирую. Блин. Берем информацию. Это просто лол. Короче, надо не продуманно, не бежать. Так, эти вроде успокоились.
Лол, я чувака вытолкнул, короче. Нормально. Нет. Хорошо. Блин, у меня уже третий уровень тревоги. Я тут бегаю по базе. Прячься, прячься, прячься. Если он сагрится на тебя, то... Есть, отлично. Если человек вас не видит, вы стреляете там через, ну, в него, то можно ваншот. Короче, просто. Понятно, я говорю. Я про что говорил. Только через... Альт нужно зажимать для этого. Да. Как оказалось. То есть это вообще халява. Только ренджа не хватает. Да блин, сори. Да я накосячил. Тебя там тоже видно. Давай-ка сюда. А как они так далеко видят? Не знаю. Не знаю, не знаю. Ну стелс идет вовсю. Кран криво обрезан. Да, есть немножко. Сейчас подождите, посмотрю. Да не, вроде нормально. Так, идут, да? Я вырублю. Окей. Я могу. Хорошо. Короче, смотри, если два раза кликнешь на минимапы сверху, пацаны пытаются справа казармы, казармы взять. Нам нужно в центр добраться, в арсенал вот, компании, блин. Все, поняла. Я думаю, надо опять туда бежать. Только на... Давай в этот раз смотрим. Вы мне скажите, ребят, то, что лут падает, он для чего? Это боеприпасы. Это боеприпасы просто. Но патроны же бесконечные. Нет. Не знаю, у меня не кончались. Хавк! Пистолет бесконечный. Нормально, нормально. Я не увидел эту камеру. У меня на КД. Мы... Господи, сзади! Ну, стреляй! Миша, блин. Короче, БСП, я куда-то наверх пробежал. Красава. Мы не можем без электромеханика. Блин, тут со всех сторон этот палево. Мы не можем без электромеханика. Сейчас по тебе будет стрелять, ты. Он оттуда увидит. Электромеханика? Я к вам тогда сейчас. А вы где? Мы там, где вы пробегали. Ну, мы все пробегали. На... Короче, посредине пути, если смотреть, докуда вы дошли. До спуска, короче говоря, вниз на лифте. Пытаюсь к вам. В арморе нужно дверь открыть. Мы не справимся. Держитесь, я к вам бегу. А вот, собственно, на... сейчас нужно направо, откуда чувак выходит. И все. Ой, откуда? Как? Стоп, стоп, стоп. Там хавка бьют. Просто я смотрю на его ХП. Не, много это народу, тут... ребят, много народу. БСП назад давай. Слушайте, а надо, короче, пробуй, собраться с ним и по стелсу пройти. По стелсу вместе, это довольно... Мы только по стелсу и ходим. Так, понятно. Так, лучше назад, так, БСП, успеть, да, тебе. Да, за машину. Да. За машинку, правда, особо не прячешься ты. А почему? Не знаю, не является укрытием. А! Успел? Успел. Так, 5 человек. Тейк, ты бы оттуда тоже свалила бы, потому что сейчас начнется огонь. Я спел съесть, что? Я не могу в бою в стол заходить. А, да? Вот сейчас будем принимать. Рукавка там 3 уже квадрата. Я тут заныкался, вроде меня не нашли еще. Надо было все-таки, наверное, стримчанский нескольким запустить, потому что вот мы тут засплитились. И непонятно, у кого что происходит. Но сейчас нас искать будут, и я боюсь, найдут. Найдут. Эй, спалили уже. А давай вниз обходим. Почему уровень тревоги так долго падает? А... Тут же замечают. Ну что, мы Тей продаем? Я не продамся. Вот в стелс и сюда, да? А, ты не в стелсе? Ну ладно, просто сюда. Хорошо, вот здесь их хорошо очень дальше принимать. Вот очень хорошо. Не высовывайся, БСП, просто. Пусть они сюда идут. Стою. И в спину им стреляй, когда будет заходить. А. Ну, дальше надо было отойти. Да, вот так вот. Окей, молодец. Все. Слушайте, я в упор вообще какой-то слабый. Меня просто принимают. Они в засаду уже сели, и все. Хитрецы. Ты куда ты? Ты решила. Мы стоим, хиляемся, как бы, нормально. Ребят, я еще жив. Аф, мы за тобой вернемся, обещаю. Конечно. Ой. А-а-а. Эй, у тебя
Он кончится сейчас уже? Сейчас кончится. Да. Сейчас начну стрелять. Зачем? Уже можно перестреливаться, на самом деле. А я попытаюсь сейчас подойти. Да, тут с фланга было бы неплохо. Да, но что-то не работает вообще. С фланга. Я выбегаю, если начинаю стрелять так. Ребята, а вы вообще где? Да куда ты там идешь? Не знаю. А, понятно. Я пытаюсь в казарму пробежать. Блин. Миша, стой, стой, просто встаньте за укрытие, потому что да, я по ним стреляю потихоньку, и как бы нормально. Одного сниму, и все, и за укрытие. Попадай, ребят, попадай. У этого пистолета, да, разброс такой? А стимпак на любое расстояние работает? Да. Ваншот. Ребята, можно тут сделать. Такая проблема, около казарм 4 пацана. Ваншотик, трусы. Давай. Хорош. Можем сейчас ворваться втроем, просто их минуснуть. Эй, там полуукрытие. Давай, с последнего уже. Я после того, как действие совершаю, у меня с персонажа падает контроль. Я не успеваю нажимать. Шнёва. Блин, не успел к тейпу бежать. Надо было разделиться в этом плане. Так, ладно, давай попробуем открыть то, что не получалось. Там сверху еще один бежит, алло. А? Стой, стой, стой. А почему машины реально просвечивают? Ребят, вы, может, как-то в казармы подтянетесь? Просто одному не пройти. Еще бежит там. Блин, Миша, резай меня скорее. И за укрытие после этого. За какое? За любое. Божечки, кошечки, как мне к вам попасть? Ну так же через дверь, как сюда мы заходили всегда. БСП, давай-ка. О, просто не сопляр. Они бесконечны, кажись. Да, ну это арсенал, естественно. Я предлагаю подождать отхиляться, пусть они подходят сюда и как бы получают люлей. Один сверху обходит. Ну ты бы его там и встречал. Потому что он все равно тебя не увидит, когда забежит сначала. Да господи, как меня спалили-то опять? Что у меня реген не идет особо. У меня тоже очень лениво. Найдет. Ребят, я, короче, там сделал всю работу, но меня спалили. Это мы проверим еще, там работу сделал. Не, я отключил камеру, они до сих пор не работают. Эти убегают. Только бесполезно. Потому что... А куда этот прячется? А я на пофиг сейчас квест сделаю. Я на пофиг бегу, на пофиг! На пофиг? На пофиг. Да, пофиг. Реально он забежал, зашел, сделал. Сейчас появится должно. Слушай, может нам тоже? Вместо того, чтобы... Не-не, мы... Ну а сейчас сюда в центр надо нормально пройти. Там еще двое слева идут. А если мы вчетвером просто прорываться будем? Один скрывает, трое бегут, на пофиг. Я замедляю время. Самый прикол, что мне нужно теперь обратно это принести все. Зачем принести? Нет, может там умереть? Нет, нужно принести обязательно. А, ну тогда принеси просто и все. Вот как бы мне отсюда выбраться здесь, знаешь? Тогда стой там, тогда мы к тебе придем. Так блин, они сейчас меня опять найдут. Так ты не высовывайся, не найдут. Ты предлагаешь мне там внутри сидеть? Да-да-да. Да я лучше сейчас пробегу обратно. Не, Миша, ты сейчас тебе. Ну зачем там 4 человека? А? Так. Ну, короче, ребят, говорил. Я на пофиг домой возвращаюсь. Хоть одного я. Это нерационально было, потому что сейчас они снова сюда все сбегутся. Ты только отхилялся. Это да. Еще дрон боевой у них. Jesus. Беда. Миш, давай, может, свалим через левый. Лево-лево. Ребят, встречайте меня сверху. Это Тей бежит, хорошо. Какой стимпак, зачем вы врубаете? Дайте мне убежать отсюда. Потому что можем. Так, я попробую Тей воскресить. Господи, меня спалили. Ой, не надо, не надо, не надо.
Слушайте, а там по низу же вообще не пробежать, лучше поверху. Пипец тут народу. Это да. Это самый странный стелс, который... Я разобралась, как стелс работает. Окей. Не знаю, я на почек. Да что ж он из винтовки тебе не стреляет, блин. Беги, беги, Сережа, Сережа, беги! Ребят! Блин, жалко вы это не видите. Я просто всю работу делаю за вас. Угу. Я за тобой слежу, все в порядке. Ты с чемоданчиком, да? Ой, там Изи проходится. Пара камер. Боевые 10 дроны. Пацанов, дрон. Да, да. Ну тебе наверх, как бы, насколько я понимаю. Да, да? Я уже здесь. Я отсюда пришел, как бы. А я могу сверху выйти. Точно! Тут по сути изи. Давай. Только тут проблема, что есть. Так, Миш, между нами. Между нами. Ой-ой-ой. Ну что, что он. Почему он не стреляет из винтовки по стелсу? Или нужно, чтобы обязательно дистанция была никакая? Такая жесть надо творить. Я боюсь, я не выстою. Держись, держись, БСП. Ты живой еще? Конечно, у меня вообще все отлично. Но они как-то особо не пытаются. Слушай, я могу в стиле Ребят, Хавка попробовать прорваться в этот, в основной. Пока они типа все здесь? Да, пока ты их стянул. Я побежал. Марш-бросок. Одна проблема. Главное, чтобы кто-то дверь мне открыл. Ой, божечки-кошечки. Нет, я не разобралась, как стелс работает. Меня все убедит. А, я могу вот так вот сделать. 0, 3, 4, активировал премиум на ваш канал. Не, не могу. Я умер. Серьезно? Да. Зачем? 5 человек. Как бы. 6 даже. 7 и дрон еще. Так, я пока спрятался. Хорошо, я стою у двери. Я сверху камеру отключил. Ну, мало ли кому это интересно. Так, короче, по-моему, надо брать просто нормальное оружие и... А нормальное это какое? Не получится тут пройти только стелсом, там слишком много пацанов. Изи, ребят, будете апгрейд делать? Прототипы? Что это? Солдатские молодцы. Добра. Полная замена ног. На ноги, ноги я бы взял другие. У меня кривые. Где ноги взять? Увеличение цены оживления на 66. Исследуем. Все деньги в ноги. Эй! А зачем нам оживление? Оживление. Я хотел надеть вообще-то. Какое надеть? Ты что? Ну. Замена ног. Нет. Но эти нам не нужны, ведь мы... Типа, играем, не умираем, без смертей. Ребят, я могу 4-й уровень взлома качнуть, качать? Банкомат на 5-м, я думаю, что нужно качать тебе взлом чётенько, чтобы... А что мне потом делать с одним взломом? Все ломать, ломать полностью. Ладно, прокачал. Странно, что у меня нету никакого в мили, чтобы я мог выносить. Ребят. Короче, где еще надо что достать, я достану? Да в центре нужно достать, вон где я кручусь. О, тут маяк. Там не только маяк, там народу капец как много. Я предлагаю вам телепортнуться на верхний маяк и оттуда пойти, там попроще. Я себе взял снижение физического урона на 50%. Это как? Вот, играем по стелсу, он там себе танк качает. Ну, потому что постоянно ваш стелс приходит к тому, что на нас нападают. Да блин, я нормально там по стелсу прошел, просто нужно без бобра идти. Да как без бобра? Без бобра вообще не то. Ладно, я присоединяюсь к вам через несколько секунд. Ой, я вверху банкомат вижу, я побежал. Ой. А где вы вообще все? Понти, привет. За банкоматом бегу. Я вверху маяк активировал и банкомат вижу. Пока что по первому знакомству можно сказать, что с координацией у нас довольно плохо все. Кто что делает? Кто где, не ясно. Блин, еще банкомат вижу. Ой, ты прям под машину. Мы что, опять сюда возвращаемся? Ну, очевидно. Я готов с вами. Кстати, это снижение урона оказывается на энергии. Блин, мне здесь нужен Михаил, чтобы помочь банкомат взломать.
Да забей, давай миссию выполнять. Какая, какой банкомат? Я только что вам одну миссию выполнил. Ну тут еще одна осталась, последняя. Слушайте, сейчас, можно сейчас добавить ученых, смотрите, больше денег тратишь, но так же, как в первом синдикате, реально. Абсолютно, вот тот старый добрый первый синдикат 90 бородатого года. Фига какая кривая получилась. А сколько добавил? Я одного только добавил. Причем 5 из 5 делить на 2 теперь статус. В общем, непонятно. Исследуйте все, я вам бабки зарабатываю тут. Почему оно в реальном времени? То есть ты увеличиваешь, и он уже по этой стоимости пошел. Смотри, там у нас склады и доки на военной базе. И я предлагаю военную базу добить, коли мы тут зависли. Но там в центре, который, да, забрать, сказал? Правильно? Не-не-не, там два. Еще мне есть, кажется, на науку слишком много потратил. Ну, а мы бы СП не вынесли те, эти, называется, в которые заходили внизу. Так, ребят, нам нужно вот в центре еще взять последняя штука. Сейчас я банкомат последний взломал здесь. Но народу что-то здесь вообще до неприличия много. БСП сейчас заметит, начнется стрельба опять беспорядочная. БСП не замечают никогда. Я тут все сканирую, все, что можно. Ну что, прорываемся, ребят? Найден чертеж какой-то. Так, указатель Фредд. А, это то самое, что для телепортации. А, нет, лазерный указатель. А это я выполнил миссию? Сантировать. Ну, это ты взломал все что-то там, видимо. Ну да, ты выполнил миссию, ты спас нас всех. Стой аккуратно. Слушайте, Ховк-то полезный. Безусловно. Если бы еще... Так, а что... Герой! Ладно. Опять... Давайте, может, сначала нижнюю, а потом арсенал на последнюю оставим. То есть... Нижнюю это какую? Ну, открой карту, там их две сейчас. Арсенал есть, а есть склад снабжения. А вы в складе не взяли, что ли? Вы же были в складе. Вынести. Нет, я взял казармы верхние. А в складе нужно было вынести. Давайте тогда втроем вниз, получается. Склад. А Хавка что, не ждем? Ну, я иду к вам. Я просто там два банкомата и еще миссию выполнил. Пусть Хавка стрим запустит. Вот че ты, Хавка? Так я не думал, что я такой полезный буду. Аккуратно, там камера. Улыбнись. Так, Бобр тоже видит камеру. Тут две камеры, да, получается? Можно ли пройти как-то, потому что она вроде все покрывает вообще. По-моему, между ними не пройти. То есть тут нужен Хавк, если мы вниз хотим. Я сейчас с вами соединюсь. Стараюсь. Давай. Под левой можно пройти будет. Ты думаешь? У нее мертвая зона под ней. То есть сейчас лучик дождаться? Там трубы. Там трубы. Так. Вот между труб? Все, я понял, где вы. И все. Нет. Эту мысль останавливаю. Да, и можно потом... Вон, есть же. Там справа камера кроет. Там, где не ставят, у левой. Вот, а трубы ты не можешь перепрыгивать через трубы. Ребят, я бегу к вам. Ты давай камеру просто снимем сейчас на раз, два, три, и все. Не будет проблем. Сюда придут. Ну, придут, а уйдут потом, и все. Да не, да подождем Хавку, и все. Раз. А мы отсюда ее снимем? А как мне к вам-то два, пойти? Два, три. От маяка. Ой, справа бегут. Ой, ваншот, прикольно. И уходим. А, мы не уйдем. Ребят, вы хотите вниз или куда? Там никто не бежит. Сейчас, да, они справа идут, справа, уходим. Сейчас заметить. А почему могут их хотите не посередине взять? Блин, сейчас Хавка заметит. О, у Хавка... Это не у Хавка, это просто эти. Уходим, уходим, аккуратно, уходим, там. Уходим. Кого там заметили опять? Пс, нас, меня. А, красавцы. Меня тут спалили. Ну, привычно прячемся, убиваем на язычах просто. Я тут, короче, разведку сделал, ничего не нашел. Ай, стелс. Предлагаю камеру убить. Как это у меня получается? Меня не видят этот... Я не пойму. БСП, БСП, аккуратно, аккуратно, БСП! Я стелс, блин, нажал, он пошел, вышел куда-то, да? Короче, ясно. Удаляй. Стелсом делает с маленькой дистанции просто. Убивает быстро. Нет, зачем он... А зачем он побежал обходить куда-то по большому радиусу? Нифига тут народы.
Так, я сейчас к вам бегу. Тейка, сиди, там нормально все. Ребят, может умрете, и мы заново просто начнем. А мы тут в стее, я думаю, перережем всех нафиг. Я уже умер. Главное, не высовывайся. Давай отрегенимся с жизни, и все. Я на центр дальше. А вы пока там подходите потихонечку, слоупоки. Что? Так смотрите, центральный арсенал его. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Ой-ой-ой, как же так? ВСП, а ты где? Я к тебе бегу сейчас. А зачем вы трогали эту камеру? Да она смотрела на нас как-то подозрительно. Да не, камера хрен с ней, камера ничего особо не дала, когда они убили. Там потом спалил кого-то дрон и понеслась. Хав, ты рано забежал? Я пойду камеру. Пацаны, у нас с финансами проблемы. Но пошли готовые ноги. Куда столько денег потратить? На ноги, у тебя будут новые ноги. Мне моих нравится. Тебе нужны ноги, Хавк? Да, давай поставим вопрос именно так. Тебе нужны ноги других людей? То есть вы хотите сломать мне их сначала? Хавк, куда ты хочешь сейчас идти? Я предлагаю в центре арсенал. Да, мы тут не поднимемся, к сожалению. Да, я уже поняла. Арсенал вот этот, Драгон, что там? Ну пойдем. Мы к вам бежим, ребят. Может, все-таки выполним миссию? Миш, пистолет не брал. Так вот, может, почему на меня агрились. Ноги нет, надо. Зонь, их действий. Хавк, ты так, мониторишь, так, что вообще перед тобой происходит? Вот я и смотрю, ты как с пушкой пройти. Ходишь. Назад, там назад, назад. Я с пушкой хожу. Идет. Да. Так я, значит, у меня не было. Была. Давай вот сюда. Как была, я пробел нажал. ВСП, тут никого нет. Мне кажется, ты. А, камера отключила. Да? На тебе еще этот восклицательный знак был, то что уровень тревоги. ВСП, полис. Я бегу, бегу. Вон смотри, вон там я камеру сейчас включу. Эй, заходи, заходи. Ну не туда, ну не туда. Могу. А я не могу зайти, у меня... Хавк, аккуратно, там сверху еще камера. Передать бы. Ребят, давайте с нами как-то. Да я здесь с вами, алло. Ты вообще не с нами. Как? Не рядом даже. Где вы? Хавк, аккуратно, там чувак идет. Там даже двое идут. Пусть они пройдут, видимо. А как? Там еще дрон, дрон летает. Еще, дрон, да, кстати, да, очень да. жестко палит. А где вы? А, по мне уже стреляют, вот, через полкарты, красавчик. А, слушай, БСП, смотри. Ты уже убежал. Тут проблема в том, что я не знаю, как зайти. Я знаю, я могу взломать эту штуку, которая дверь держит. Что-то непонятное происходит. А, вы уже там, ничего себе. А я специально отвлекал, короче, основные силы врага. Окей. А, БСП, я нашел место, где можно зайти нам. Присоединяйся. Не слушай ее, она сама со стволом бежала. Тей, говорят, ты... Нет! Говорят, у тебя ствол есть? Есть, но я его прячу. Плохо прячешь. Палишься. Понятно. Так, БСП умер почему-то, вообще непонятно почему. В смысле, вы привели там... Я отвлекал как мог. Ребят, смотрите, что я предлагаю. Так. Я внизу здесь камеру отключил, я нашел проход. Если вы сюда подойдете, мы наконец-то выполним миссию. Кому это нужно вообще? Хорошо же. Я чувствую, понимаете, что стрима не будет. NPC на нас качаются. А где ты находишься, скажи мне? Где внизу? А как ты там? Маяк поставить. То есть ты пробежал через главный вход опять, да? Да, через центр просто пробежал. Ну, понятно. Ты там все еще бегает от дрона от всех. Круги нарезает, руки подняла и бегает. Пойду я опять соло делать. Я не могу, сейчас уйти не могу. Убежать не могу. Господи. Убить тоже не могу. То, что подняла руки, не помогает абсолютно. Пацаны бегают теперь. Ой. Одинокий волк, Хавк, пишет. Да что, кто стреляет? БСП, смотри, нас прям там ждут за этой, за стеной. Это проблема. Блин, меня сейчас дрон тут замочит. Ты куда? Я нашел, как премиум пицца нашла. Пиццу нашла ты.
Блин, чертов дрон. Блин, их у входа 4 человека стоит, сидит. Мы не можем зайти просто так. Да, они от меня отстанут. БСП, ты просто хочешь зайти вот сейчас? Ну, зеленая. Нет. Отвлекай их, ты умеешь хорошо отвлекать. А почему это тоже сагрился? Неужели он с ними на одной... заодно? Блин, печалька, я тут все выключил, но меня дрон спалил. Кав, давай уж ты сам как-нибудь эту миссию доделаешь. ОМГ. Может, реально пойдем сейчас другую возьмем и все? Да погодите, я почти прошел. Нормально все. Я почти дошел до туда. У нас просто УЗИ самое базовое, и в этом вся проблема. То есть у них оружие нормальное, а у нас жесть какая-то. Там их у меня есть меч. Вот меч у нее есть. У меня есть пистолет, скоро ноги появятся. Беги, беги, Сереженька! Нет, меня убили. Но я там все отключил, мы сейчас можем пробежать. Хорош! Ага. Хорош! Через всю карту будем бежать туда. Да нет, там просто пройти. Давайте сейчас все вместе соберемся, вот хоть раз бы. Сейчас бы хоть раз собраться вместе. Давайте попробуем, чего я не против. Соберемся, подойдем. А, и они разошлись, кстати, с этого, с входа, с главного. Давайте сейчас все нормально будет. По стелсу. Тэй первая пошла. Тэй пошла первая. Погодите, ну куда ты побежала? Давайте всех дождемся. Соберемся вместе. Миша, ты где? Я бегу как могу. Просто идите за мной, сейчас будет хорошо. Хорошо. Там по Мише стреляют, по-моему. Как? А, по Тэй уже стреляют. Тэй там на своей волне, видимо. Нет, я же здесь. Сказали же, что идем. Миш. Что? А по кому стреляют-то? Ни по кому не стреляют, все нормально. Пока камера еще 10 секунд. Все, я готов. Так, погодите, там впереди чувак. Вот и он куда-то трогает. Бежит уже. Он пробежит, сейчас подождем. Он пробежал, не ждем. Давайте, идемте за мной. Тихонечко. Все за квахом. Блин, там еще парень появился. За кем идти? Отходим, отходим, отходим. А назад не пускают, вот такой же схеме. А, пускают. Нормально все пускают. Ой-ой-ой-ой-ой! Отличный план был. Да не-не, это нормально вроде. Это нормально, да? Сразу. Это тоже нормально. Это все наемники тут, короче, раз... Да, ну нафиг! Блин, что вы сломали? Отличный план был. Я нормально туда прибежал. Когда там уже ноги будут? Тебе же не нужны были ноги, мальчик. Не надо меня стрелять. Да твори добро, ну что ж ты делаешь? Отлично, ну? На респауне хочешь. Почему мне персонаж стреляет? Так, БСП, только не умри. Резаемся, пацаны, резаемся. А, БСП себе ноги просто поставил, у него хп стало 50% больше. Не-не-не, я ноги не ставил. Я сейчас умру все равно. Уже $11 потратить на ноги. Да, и это не в предел. Что сейчас происходит? Я отступил, короче, оттуда, потому что там у вас ад какой-то. Это как нубов на респе просто встречают, то же самое. Фармят просто вас. Просто не резайтесь некоторое время и все. И выключить эту игру вообще, чтобы никто вас не убивал больше. Ну, товарищ, нормально. Короче. Какой план? Сейчас сделаем, по-моему. Опять?
Что батла мы сделали? Нет, мы не делали, по-моему. Я туда нормально один добежал. Может, мы реально сюда слишком рано пришли? Они какие-то агрессивные, мне кажется. Но уже успокоились, уже успокоились. Все, пошли за мной. Сейчас, смотри. Открываю. Да и четырить будет, судя по всему. Нет. Пошла так. Так, исследование ног практически завершено, но бабла вообще нет. Так сзади сейчас снова подойдут, ребят. Да-да-да. Вот. А они на нас агрятся разве? Я могу этот его агрится. Выключить. Выключи его, пожалуйста. Слушай, на нас опять бегут. Уже бегут? Без палева. Сзади вот этого выключи, который бежит. Вот этого. Тей, рядом со мной. Все, у меня киды. Да, блин, его просто... С ноги. Да господи, откуда они лезут? Мочить его. Ха! Короче. Давайте с боем прорываться. Да погоди, вот сзади убьем и все, и дальше стелс. Куда вы полезли сзади с броней, чувак? Помогите убить. Легко вообще. Сейчас ноги. Не с ноги. А, он пока типа меня за... Не признал за врага. Все, убили. Нормально, теперь идем. Вот теперь идем? Да. Может, давай. Подлечимся на маяке? На маяке подлечимся? Давай, подлечимся. Ну, у нас же стелс, мы не должны умирать. Окей, timed up, let's do this. Ребят, ноги завезли. Окей, squad. А, ноги можно поставить? Да. Ага, 600 баксов на штуку. Удачи вам. А что будет? Увеличение времени оживления. Что? Это все? Запрыгивать сможете, вентиляцию и все. Вот, все. Полная замена ног. Надоело мягкое хлипкое тело? Наши техники собрали лазерные... Нет, это Фред вообще. А протезы. Увеличивает время оживления 1,9 секунд, увеличивает цена оживления и все. Ну это же ноги. Возможность использовать высокие вентиляционные отверстия еще появилась. Ага. Какие там... Бабла не хватает, правда. Запрыгивайте в вентиляцию, даже не вспотев. Все, погнали. А зачем мы потратили столько? Блин, опять тут кто-то пришел, откуда они лезут? Да мы их нагрели в свое время. Оп, ты молодец. Все, поехали. Нет времени. Поехали. Работаем, ребята. Dream Team. Погоди, сначала я выключу камеру сверху. Стойте здесь. Я бы забежал вот туда сначала. Забегаем. Там из выключая камеры. Это центральная камера, которая нам нужна. Я уже нычку посмотрел, как там побежать. Избавьтесь от старых мясных. Ой, на Мише что-то. Что это? Мишу спалили. Кто спалил? Никто мне не палил. Может, это левелап? Вроде нормально. Да, 3 очка, нифига себе левелапы. А, блин, а что это не отключилась камера? Сейчас еще раз. Он соседнюю отключил. А, нет, соседнюю мы сломали. Все нормально. Погнали. Энергия для всех. Блин, там пацан идет. Вот надо его как-то вырубать, вот этих пацанов. Я могу. Подожди. Но надо будет спрятаться. А где? Слева. Вунвизи можешь его убить? Вунвизи, мне энергии не хватит. Эй, через решетку видно. А может решетку как качать? Ой, блин, это энергию качать? Или там нет такого? Я не нашла. ВСП, не палис вот на это. А он через это вот не видит, только через решетку. Это full cover. Фулкавер. Сейчас он проходит. Я его не ваншот, но он с армором. Пошли, там дальше. Блин, там еще двое идут, или они на базе ходят. Нет, они на базе. Давайте за этим пойдем, он уже как бы. Не, нам наверху не надо, я уже наверху все взял. Нам вниз сюда надо. Вот сюда идем за мной, по-тихому. Там плазменный глушитель появился. Стартую исследование. Ну, бобра оставили. Погодите. Я здесь, я с вами. Миш, не отставай, пожалуйста. Сейчас вообще, вот нам нужно вниз, и там я камеру отключаю. На одной волне с вами, все в порядке. За мной туда. Стрип, там пацаны бегут. Там двое только пацанов. По фонарю не бегай, ты! Погодите, не бегите, кто-то спалил там. Я еще не спалил. Миша, стоим здесь. Спрячься, я спалила. Да куда не спрячься? Ой, все. Так, я камеру выключил. Вроде они уйдут. Не, вы там стойте, пока не высовывайтесь. Вы там сверху ждите, да. Главное, что нас сбоку не спалили тоже. Ребята, опасно. Миш, там вообще зверь один сбоку. Если он повернется, будет не очень.
Так, все ушли. Теперь смотрите, вот мы где стей стоим, вам сюда надо. А дальше мы идем дальше по прямой, и там еще будет. Серьезно? Там, кстати, нам к вам? Без проблем вообще, изи. Да, только по фонарю не бегать, вот по фонарю зачем-то пробежал. ВСП. Сейчас я жду, как камера повернется. А тебе не через камеру надо слева пройти. Ой, там выходят новые люди. БСП назад лучше, да. Ну если что, если кого-то запалят, ты просто убегай. То есть мы тебя бросаем. Он ведь сюда идет проверять. Не, он сюда не будет заходить. Ну если что, ты его можешь сразу ваншотнуть, скорее всего, он без брони. Нет, он с фонарем. Не, он без брони. Главное, серые полоски наверху, нет? Вот теперь нам нужно здесь пробежать по центру. ВСП, мы тебя ждем? Ну видишь, у меня тут какая ситуация. Пахчевная. Давай, давай. Хорош! Ну что, пробегаем? Пробегай к нам. Убежали. Там... Нет, идут. За БСП. К нам не веди, уводи куда-нибудь. Так, ну там прощаемся с БСП, в общем. Не, хотя не, они могут не, потерять. Не да мы ладно. Можем спасти. Хорош. Все, все нормально. Фух. Но тебе надо к нам как-то пройти. Это было близко. Камеру нельзя отключить никак? Нет, это буду. Ну, Миша может пропалить, где отключить ее. Она отключается. Бери, пожалуйста, эту штуку. А еще мы можем ее отстрелить. Нет, стрелять не надо, сразу сбегут. Да, блин, я как только выхожу, они выходят тоже. Совпадение? Так если мы все в укрытии, БСП в укрытии, мы можем ее застрелить. Да не переждать надо и дальше бежать. Сейчас я после этого подойду к вам, чувака, как он пройдет. Понимаешь, ты тут если сбиваешь камеру, то сразу целая куча народу сбежится, и они потом тут будут так стоять. Я бегу к вам. В общем, смысл в том, что нам нужно потом отсюда убежать, вот дальше туда, и там есть нычка, где спускаешься. У меня там даже немножко отключено еще камера. Камера до сих пор не работает. У нас скорость на 50% апнулась сейчас. Это какая? Скорость перемещения должна была быть, должна апнуться. А это если надеть ноги только? Нет. Че, нет-то? Это типа лидерская штука создает. Раздает все команды. Это во время стимуляторов она апается. То есть прожимаем стимуляторы, 50% скорость перемещения. Пока есть возможность. И перезарядка способности тоже немножко. А ты куда побежал? Вот туда, туда, за мной. Бежать будем долго. Мне кажется, стимуляторы лишние или они нормально работают. А, ну, они медленнее сейчас бегают, чем мы. А, ну хорошо. Только они тратятся очень быстро. Смотрите, нет, здесь еще камеры отключены. Проходим сюда. Только там два пацана, осторожно. Я вот это могу вырубить, вот эту штуку. А, не... вырубись, но... Смотрите, там два чувака, они вроде уходят. Вот мне нужно красную врубить, и мы вот там пролазим. Погоди, я сейчас отключу что-то. Слушайте, они двое возвращаются. Что я отключил? Камеры. Ты обесточил две камеры. Нет, nice. Кстати, да, у камер нету энергии. Они погоди, так... там чуваки идут только. Сейчас мы сейчас... Что надо будем делать? Надо их вырубать. Ну ты, предположим, одного вырубит. Нет, нас спалили уже. Кто увидел кого вообще? А мы же за укрытием сидим. Вы за решеткой сидите, по-моему. Да, ну мы все в одном месте. А-а-а. Не, они, кажется, сваливают. Вот смотрите, там красненькую мне нужно будет врубить, и мы там проходим. А камера часом. О, это как так? Ну через решетку говорил же. Блин, надо валить. Пьем. Пока тревогу не поняли, вот это вот. У меня вроде глушак, а что-то не помогает, сравни. А это помогает? Да. Все, выключай. Давай, за мной, я отключаю и проходим. Ты, направо. Ребят, быстрее. Там потому что... И в красную дверь, да, которая сейчас зеленой будет? Да. Все, пошли. Вот нам туда надо. Блин, там летит дрон. Быстрее. Дрон летит. Я не знаю, спалили нас или нет. Давайте здесь спрячемся пока. Дальше можно пробежать. По укрытию, Женщина! Нас спалили. Так вот сюда пробегаем. Давайте за фул укрытие, вот за вот это вот высокое. Давай, вы можете бежать через укрытие. Вот, ребят! Смотрите, там она сейчас придет к нам. Давай его сразу принимай, Тей. Тей, ты где? Я не могу, я лагаю, я за стенкой зависла и все, ничего сделать не могу. Ты там сидишь. Блин, надо его вот этого принять сразу, без шума.
Попробуем. Да. Ты можешь его принять? Посмотрим, увидит он меня или нет. Да, нормально. Укрытием. Отлично. Я знаю, но я не могу отсюда выйти. А, ты нажимать укрытие с другой стороны можешь? Ничего не могу, не стелс, ничего. Не, укрытие убить другое. Ну а что она застряла? Надо. Погоди, я попробую сейчас. Там еще один приходит, осторожно, БСП. Ты можешь его мели убить обилкой, типа, чтобы... Может, ты выйдешь тогда? Нет, блин, там еще... Не там скилы, еще эрчпиш бросаем. Бросаем, да? Продаем, блин, продаем, там продаем. Еще снизу идет. Ты можешь его вырубить вот этот? Попробуем. Сейчас зайдет. Да, я попробую тебя сейчас быстренько мели вытолкнуть. Вытолкнул. Короче, да, нормально. Ребят, я вас бросаю. Не работает. Я с тобой, Хав. Блин, там еще идут. Да, господи. Они тейк, кстати, не ждем, видят. Ждем, ждем здесь их. Ждем здесь. А, здесь там обратно, ждем. Обратно. Блин, заходи. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, он с броней. Ваншотается все равно. Третий идет, просто. Третий идет еще. А нет, он не идет. Я пойду его. Эй, тебя не видят почему-то. Я говорю, меня нету. Ты посмотри, он на меня сел. Вот, не-не-не, начал по тебе стрелять. Ты можешь там в мели попытаться. Давай, его выруби, убить? Я ничего не могу. Не ходить, не обилки жать, ничего. Ну перезайди в игру, можешь. Да не, а толк сейчас ее убьют уже. Так, окей. Короче, Миш, смотри, нам нужно вон туда пройти. Ну я понимаю, да. Пошли? Ну камеру, камеру. Подожди, идут уже, идут новые. Да, камера там. Ой. На пофиг. Там еще один. Блин, там еще идут. А у нас это сюда рано, короче. Да почему рано? Мы практически прошли. Если бы ты не залагал, мы бы там прошли. Да-да-да. Мы уже рядом с точкой. Миш, может, ты меня спасешь? Ну я или... пока тебя спасаю. Как бы ты бежишь быстрее, чем... Он стреляет? Ну матрица. Чем... Да, наверное. Ой, там сверху еще идут. Да вот, да, проблема. Я, наверное, заходить буду одновременно с тем, как они заходят. И тебе того же самого желаю вообще. Разменемся сейчас, смотри. То есть в коридоре мы не встретимся? Не-не-не-не-не, он... Все, и ничего нет. Просто такой... Знаешь, такое неловкое молчание, как с соседом с каким-нибудь в лифте едешь там, все. Они думали просто, ну, вы просто тут работаете, а да, да, нарушители да. Внизу где-то. Оружие еще такие убрали. Ой, хорошо. Сейчас они потупят. Классно, классно. БСП, ты в как? Я понял. Миш, смотри, в чем проблема. Так. Нам, чтобы взять вот эту зелененькую фигню, нам нужно на самый верх пройти. Почему? Ну, посмотри, как туда пройти. А, причем даже я туда не смогу пройти, там нужно электромонтажника. Ой. Че делать будем? Нам бегут. Ну, там я вижу один стоит. Они все четверо. Четверо стоят. Так, а вы на... БСП, стей вообще, вы умерли, да? Я не ресался еще, может, меня можно как-то реснуть? А ты где вообще? Ну я на вашем уровне, если вы пробежите вон дальше вперед туда. И что? Как а нет, реснем? У тебя уже тело высохло. Тебя уже давно нет. Ты уверен? И вон мой труп лежит. Ну труп-то это понятно, если прошла вот это вот обратный отсчет, а он проходит где-то за секунд 10, то все. Миш, нам нужно узнать, где камеру отключить. Сейчас я сагрю, одну камеру отключу. Вот еще подкрепа. Ее нам так не хватало. Какую не, камеру? Мне кажется, да, что-то тут слишком тяжело. Да, давайте что-нибудь другое. Helldivers предлагаю. Ой, Тей начинает стрелять. Это как? А, ты уже вышла, да? Миш, что делаем? Камеру я вырубаю, провоцирую. Не-не-не, погоди, не стреляй. Ну зачем? Чтобы не было. А мне в камеру стрелять не разрешали. Ну просто смотри, ты камеру уничтожил, и там сразу пару пацанчиков. Да один только. Два. Да ничего страшного. Они бобры.
Вот теперь уходим. То есть вот ты взял, сагрил. Теперь уходим. А они все равно там сидели. Сейчас хотя бы побегут. А тут у нас есть страта, помнишь? ВСП, ты в соло пока не хочешь к нам присоединиться? В соло? Ну, в смысле, в соло добежать до сада. Чтобы отдаться снова. А мы не пройдем. Как там же пройдем? Камеры сейчас активны. Там куча народу и дрон. Так, во-первых, большинство ушло вообще за пределы. Там осталось только 3 человека у нас. А, да, и они смотри, за мной побежали. Вон они ходят. А, они вернулись двое. Слушайте, я сейчас не представляю, как здесь пройти, потому что, чтобы отключить центральные камеры, нужно в самую, блин, залезть. Вглубь базы. Очень далеко надо пройти. Предлагаю либо на пофиг пытаться пройти. Ну, мы просто будем как об стенку биться постоянно. Нет, просто сейчас мы с бобром попытаемся на пофиг пройти, если не получается, то уходим отсюда. То есть мы хорошо. БСП, твоя задача выбрать миссию следующую. Давай. Хавк, наша задача, не знаю, молиться, что ли? Я не знаю, попробуй сначала по стелсу пробежать. Чё, как-то вроде не сагрились. Тут камеры-то нету. Слушай, а нормально пока? Пока да. Ой, тихо-тихо-тихо, возвращается. Слушай, нормально. Блин, куда ты? А ты его сзади можешь убить? Могу. Давай. Раз. Дальше. Так, на камеру не беги! Так куда ж ты? Твори добра. Да, налево надо. Так, налево. Вот, здесь система какая-то. Сейчас я отключу. Я не знаю, что она отключит, но надо посмотреть. О май гад. Ватсап. Тут можно покупать бронежилеты, щиты, стелс-генераторы, аптечки. Где? Кто потратил все деньги? Понятно. Это на исследование уходит, на ваше. Так, Миша, а что я отключил, ты заметил? Я посмотрю. Камеры все. А, нет, питание... Погоди, это к красному ведет. Фига себе тут цены, конечно. А может, как раз это... Нет. Нет, это не центральный вход. Так, я могу камеру отстрелить, на самом деле. Хочешь? Не надо, нормально идем. Ну как это нормально? Ладно, хорошо. Тут можно покупать пропуски, чтобы проходить, допустим. Ну или зарабатывать на заданиях пропуски. Чтобы вот не так вот бежать, а просто все, у меня есть пропуск, мультипаспорт. А где ты его нашел? Я просто задание смотрю, что тут можно задание на это выполнять. То есть типа по обычным миссиям идти. Снаряжение. А зачем нам сюда, если... А мы не туда не можем пройти, там электромонтаж нужен. А, понял. Нам нужно сверху куда-то пройти, наверное. Сейчас я вот здесь еще отключу, я не знаю, что это отключит. А дверь откроет просто. У нас остался, кстати, по-моему... А, то же самое. Ну, наверх идем, значит. Наверх стрёмно. И задание будет... А, смотри, вот наверху мы проходим, там внизу можно отключить камеру будет. Угу. Блин, что-то жесть какая-то. Тут без БСП нам просто не пройти. БСП пошел выполнять другую миссию. Можно сюда. Я помогу. Тихо. А зачем наверх? Нам нужно вот вниз. А генератор нам не нужно здесь отключить, чтобы, например, камеру... А генератор я не могу, это только БСП может. Блин. Потому что там пацанчики идут, уходим. Да, уже палево. А, смотри, короче, вот, вот эту дверь центральную, куда нам нужно, что ее питает? Угу. Смотри. То есть куда красная линия идет? Что-то я не могу понять. Как будто у нее два источника питания. Один мы слева отключаем, да, второй. И где-то здесь. Вот один внутри, это понятно. Что-то сложно как-то. Да. Вместо броников, аптечек, пропусков у вас теперь есть ноги, да? Ну я предлагаю все-таки туда пройти. Дальше попробовать, да? Ну да. Ну а что мы теряем? Ничего мы не теряем. Надо дождаться, когда дроны, вот они как раз отходят. Так а мы там вот не просочимся, понимаешь? Они ходят взад-вперед. Я тут на базар зашел. УСП там, короче, занимается своими делами. Ну, я побочные миссии, которые не требуют агрессивного вмешательства делаю.
Сразу несколько пультов подсказывает. Но я уже несколько прожал. Пока еще они активны. Слушай, а нас тут не спалит? О! Маяки. Теперь наш обувь покрытый. Так, это мы сделали теперь. Миша, понятно. Уходим. Это я спалился? Да не, мы пока миссия там выполнена была. Ох, интересно, они сверху нас увидят? Подпольная слушай, клиника. Слушай, кажется, я вижу, где там еще охрану можно отключить, и тогда заработает. Слушай, мы можем выполнить эту миссию, если сейчас убьем вот этих пацанчиков. Попробуем. Сможешь по стелсу? Или не сработает? Да он не видит вроде нас, поэтому сможем. Давай, давай, давай. Красава. Дрон, дрон летит. Блин, верно будет не очень. А дрона не снять, наверное, стелс? Нет, с стелсом дрона не снять. Но он не видит пока, он только труп видит. Может быть, сейчас он уйдет, а тот придет? Да, давай, похоже. Давай. Тэй, мы можем попробовать вот этот сделать, который сейчас мигает. На дрона, на дрона! Пойдем сделаем. Только не знаю, правда, как, но... Так, ладно, давай уже все, мочим. Еще подходит. Дождем его. В общем, я вижу центр управления, который нужно выключить. Давай этого мочи и пробежим. Только главное на камеру не палиться. Хорошо. Так, давай, пошли. Вроде никого нет. Вот этот, кажется, нужно отключить. Сейчас посмотрим, откроется ли дверь. Но оно... Кажется, этот. Ну, сейчас снизу давай тогда. Что-то не отключается. Не, ничего не отключается. Вот здесь еще сделаем. Ну, это просто вот здесь откроется. Я камеру могу еще вырубить. Ну, что можешь, то делай, в общем-то. Все равно сейчас... Эй, что-то не отделился. Кстати, каждый из нас может себе поменять класс еще. Что забавно. Господи, подожди, у нас тут потная миссия. Угу. Будем ли мы спускать... Да, давай, откроем. Тут камера еще одна штука. А, смотри, спуститься, и там еще отключить можно. Да, еще третья есть. Как раз есть. Так, это хакер. Меня смущает, что и на первом ярусе есть парочка таких же... Да. Штука, ну, и может получается хватит. Спускаться надо, а там пацанчики ходят. Там очень много пацанчиков. Господи, как эту дверь открыть? А зачем? А почему ты не охранную систему не отключил? Капец. Мысли не отключил. Ты не вернешься назад сейчас уже. Нижнюю ты имеешь в виду? Да. А я сейчас нижнюю, наверное, включу. Так, ты смотри, какой план. Блин, Я открываю дверь, сейчас я вот здесь внизу. Я в любом случае возвращаюсь, возможно, мне придется. А, там двери закрыты, я отсюда вообще никак не убегу. Блин. Погоди, а я думал, я как раз лифт рубил. Погоди, она сейчас повернется. Я, может, сагрю, вырубив камеру. Жаль. Миша, встань туда, если там можешь пройти. Я сейчас еще одну отключу охранную систему, может получится. Так а что ты верхнюю-то не отключил? Ой. Вот это вот? Да это, по-моему, ворота. Миш, дверь центральная открылась, я нашел. Да? А ты можешь обратно вернуться? Нет, там дверь закрыта. Блин, я тут, короче, стою. Сколько народу там? Смотри, вон, я там стою, и ко мне пацанчик. О-о-о. Нужно на пофиг туда как-то пробежать и я просто понял. Забрать. Сейчас спускаюсь к тебе в любом случае и... Ну, главное не сагрить. Так, он за нами? Походу, да. Ох, хавка, прикольная штука. Не, вот это интересная уже миссия. Скорее, надо валить отсюда, потому что... Так, давай... В общем, у нас много времени, они надолго включаются. Обратно мы не вернемся. У меня камера. Мне кажется, обратно и нельзя было вернуться, это такая... Путь в никуда. Так, ну так, чего? Смотри, сейчас будем делать. Пробежать. Наверх мы забраться не можем никаким макаром. То есть нам нужно только к ним. Можем сейчас побежать, там три человека уходят влево. А там вниз. Один чувак застрял, ты можешь его сразу убрать, чтобы не мешался? Он там застрял, смотри. Я боюсь, что... Я попробую, ладно. Они все за тобой побежали. Я вижу, что ты, ну как бы... Не могу. Как стоим. Ну он что-то завис. Давай подождем, они сейчас, кажется, уходят. Или они патруль здесь делают. Они патрули возвращаются. Нам, по сути, просто пробежать. Да, просто пробежать надо. Может быть, если они сейчас будут спиной к нам проходить, вот помнишь, они же подходят в сторону ворот, или нет? Там один, кстати, с броней. Вижу.
Смысл в том, что нам еще нужно выжить и обратно вернуться, потому что там нужно взять и принести. Обратно вернуться, открыть главные ворота, ты имеешь в виду, и туда. Да, еще? Вот к маяку прибежать, и тогда нам засчитают миссию. Ну что, сейчас бежим после трех? Ну, блин, я даже не знаю. Пора, ну, давай, побежали. А вот это нас не спалит? Спалит. Уже нет. Вроде не палит. Хорош. Заходим. Хорош. Так, камера выключена. Блин, там еще сверху пацанчики, а мы можем просто там остаться. Пока остаемся здесь. Заходи, заходи. Взяли, груз взят. Говорят, там снова какие-то лаги или что-то. Вот, да. Вот, видишь, безопасное место, нам нужно отсюда еще выйти. Тей, там у тебя что как? А на тебе, кстати, горит пока такой никак. Сундучок. Что горит? Сундучок. То, что ты взял. Нет, нет. А, подожди, нет, подожди, подожди, подожди. Ну, то есть, вот где у тебя да, двойка, вижу, там... вижу, вижу. Сейчас попробую зайти просто. Я же не заходил. Чтобы, если я умру, то кто-то из нас... Наверное, можно будет подобрать, если ты умрешь, но это неудобно, конечно. Да, не дают. А нам не денег, дают. Кстати, дали 1000, я, наверное, успею себе ноги закупить. Я еще выполнил миссию. 3 косаря. Там... Время вызова подкрепления на 50% ускорено. Короче... Хошк, нам так. Нужно, получается, выбегать через главный вход и на север валить. Погоди, да? Погоди, давай посмотрим сначала, где еще есть. Стой, отступай куда-нибудь и прячься. Альтернативный. А некуда, тут закрыто. Так ты же можешь, знаешь, через как главный сделать. Вход я могу взломать. Слушай, мы можем, выбегай, выбегай, выбегай. Мы можем через зеленую выбегай. Также, как приходили сюда, наверх, по второму ярусу и вниз. А почему через главный не выбежать? Не там знаю, я просто открываю, нормально. И камера выключена. Да, вполне. Эти да, достаточно надо, долго. Да, 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 они и долго ходят. Поэтому давай сейчас они уходят направо. Ну все, они сейчас и пойдут. Уже можно потихонечку выходить. Давай. Пошли. Не трать выносливость, не трать выносливость. Просто беги обычным шагом. Да я что-то привык к варике два клика. Так, учти камера. А, камера тоже выключена. Ломай тогда. Ну и теперь нам наверх нужно к главному выходу. Слева никого, там только один товарищ, он на складе, там где машины, помнишь? Бочком, короче, по правой стороне иди. Блин, запарил этого носа. Так, стоп, дрон и этот один. Но они назад возвращаются. Там, в принципе, можно на почек выбежать. Можно, в общем-то, да, можно. Я предлагаю просто идти, не тратить стамину. А в определенный момент... Смотри, там впереди камера одна, если что. Да, вижу. Давай дорогу перейдем тогда, вот здесь вот. У пешеходки? Да-да-да. И за ними просто пристраиваемся, камеру так, таким образом обходим, а этих просто пробежим в конце. А, подожди, как мы выйдем-то отсюда, в конце концов? Там же тоже ломать там нужно. Там я открываю ворота и все. А, не открываются? Вон там красненькое есть. А, понял, все, увижу. Сейчас они там... Блин, дрон развернулся. Аккуратно, так, да. Ну и все, изи. Тэй, а ты где вообще? А мы же с ГСП умерли. Я не умер. Не, имею в виду на той миссии, на предыдущей. А. Да, я оружие убираю сразу, Хавк, мы выходим. Стоп, а почему? Я не могу выйти. Обесточено оно. Тогда второй вариант, нам нужно наверх идти. Наверху есть выход, с которого я другую миссию сделал. Давай идем. Давай камеры только выключи, сейчас мы по дороге. Погоди, не иди пока, сейчас. Я выключу. Ну или может уже пробежать. Угу. В общем, там сверху есть проход, но там тяжело пробежать. Блин, не так-то все просто. А почему обесточено? Или может из-за того, что мы в центре где-то обесточили все? Угу. Так, что-то у меня подлагивает. Там, блин, дрон. И этот возвращается. А где вот налево? Следующий поворот за ними? А, нет, еще дальше. А-а-а. В самом верху там. Левый верхний угол, да. Ну, то есть самый верхний этот. Ну там, правда, улицы пустые, насколько я вижу. То есть тут довольно-таки все. Ну там пару всего этих. Слушай, ниже эвакуации. Ниже, говорит, эвакуация, где вы сидели долго. Но там. Блин, вырубать придется тебе его. Или они. Понятно. Капец. Еще бегут. Блин, там с броней чувак бежит. Слушай, может тебя бросить, я на почву? Беги, 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 беги. А вы всю эту миссию выполняете, что ли? Да мы практически прошли. Беги просто. Ты тоже убегай, если сможешь.
Да, кстати. Но я не убегаю, потому что у меня выносливость не очень. Блин, там камера. Так у нас, в смысле, а практически нет, прошли. У нас две там, склад вооружения и склады доки. Ну мы из центральной только вытащили. Нормально, за счет адреналина убежали? Пока да. Короче, смотри, там впереди одна камера. И вот там, по сути, нам наверх чуть-чуть надо пройти, и все. Вот нужно эту камеру пробежать. Вот там еще камера есть. Угу. Но ее лучше, наверное, снизу обойти. Аккуратно. Аккуратно. И... Нормально. Не спалился. Она же не сразу. Вот, по сути, там сверху нужно и пройти. Так, там еще чувак ходит на патруле. И... Чтобы войти, нужно хакнуть три разных терминала. Подобраться к ним не так уж сложно, и охрана немного. Да вот только расположение неудобное. Терминалы специально разбросаны по углам комплекса. Более простой способ попасть на территорию комплекса по мостику с восточной стороны. Есть как замок, мы сделали. Но... Посмотри, это ты остановим. Про эту миссию, которую мы сейчас делаем? Да. Гайды читает, ну бас. В смысле, это написано в центре управления. А-а-а. Понятно. Тебя спалили, кстати. А, короче, бегу отключать. Давай, беги. Выходим, выходим. Не, ну я сзади, там... меня муж... Ладно. То есть нет, мы потратили столько времени на хард-трай какой-то, хотя там написано было. Да не, мы нормально прошли вроде. Сколько раз мы умерли на этой базе? Да есть же. Черепные биопластины, версия 1, аптечка, волшебная палка. Короче, прототипов три штуки принесли. Автоматический пистолет, гаузер, черепные теперь биопластины. Маркер остался. А мы еще нижнюю не взяли, да? Да, да. Ну что, пойдем? Ну, надо добивать уже до конца, я думаю. Ну, давайте тогда ты и БСП на верхний маяк к нам приходите. А, черепные биопластины увеличивают здоровье на 10 и броню на 10. Вроде хорошая штука. А сколько у нас здоровья? Ребят, я отойду буквально на минуту. Давай. Шока. Как посмотреть количество здоровья? И количество брони? Наведи на них и посмотри. А где навести? Внизу. Я пробовал, мне, кстати, не показывает. 160 у Мишки, Рус, здоровье, а броня какая? А, угу. У нас Розана есть? У тебя есть бронежилет? Видимо, ноль. Ну, видимо, ноль. Ну, я думаю, тогда нужно исследовать черепные биопластины. Может, накопим на оружие что-нибудь, нет? Наверное, да. Остановил исследование. Жалко, конечно. Но там оружие просто дорогое. То есть подпольный дилер, оружие, допустим, оптический прицел 11 тысяч стоит, лазерный прицел тоже 11 тысяч. Какой-то дилер странный, все за 11 тысяч. То есть это нам, по сути, эти грейды не особо нужны. Мне бы чисто пушку бы другую бы. Вот бронежилет легкий стоит 9700. А тяжелый бронежилет 26 тысяч стоит. Ничего себе. А где это у маяка все продается или что? Экипировочка? Я так полагаю, да. Это вот. А вы ноги-то купили? А ноги. Нет. Кстати, ноги... можно, пока у нас деньги есть всем. Только зачем? Но они полезные? Ну, я ни одну еще вентиляцию не видел. Я тоже не видел. А что-то уже денег нет, кто-то потратил. А там затирается просто двойка, когда заходишь, поэтому. Да. А, брони ноль. А, ну, да, вижу. Брони ноль. Хорошая штука, уверен, у нас что... будет броня. А, можно аптечку надеть еще. Это ячейки. Но она стоит там очень дорого. Есть еще какой-то указатель, это что? Это кажется, чтобы... Это чтобы резаться в других местах, отличных от маяка. Появился еще плазмоглушитель. Глушитель, собственно, для плазменного оружия. А я надел прототип, это нормально? Ну, на плазменное оружие ты надел? Нет, волшебную палочку надел. А что это такое? Экстренная медицина. Этот гель закрывает раны, фиксирует переломы, а затем практически мгновенно застывает в прозрачную корочку и останавливает кровотечение. Ребят, я могу пятый взлом прокачать и сходить в банкомат кто-то открыть. Да, деньги нам в любом случае нужны будут. Все прокачал. А где он был?
Слева, вот выходишь и чуть ниже, кажется. Сейчас скажу. Там же два рядом было банкомат, кажется. Да. Сейчас пытаюсь найти. Не, он выше. Пока слева решаете, наверху, вот, слева наверху. Северо-запад, короче говоря, от текущего местоположения. А там какой-то на карте появился портфельчик синенький. Интересно, что это? Портфельчик синенький. Угу. БСП, ты миссию как выбрал? Следующую. Это, возможно, там, где так я гуфнулся. Мы же хотели, кстати, эту добить. Боеприпасы. Слушайте, да, ребята, выкинуть. А это похоже там, где я гуфнулся, портфельчик остался. А, терминал данных, вот это тот? Не-не-не. Что-то я не могу найти этот банкомат. Там, короче... Блин, как отскейлиться назад. Странно. Ладно. Нет. Вот, на карте пингую. Видишь? Не-а. А, вижу. И что это? Что это за портфельчик? Я там сдох. Я вижу только твой скан и все. Это рядом с караульным постом, ты имеешь в виду, да? И у тебя там ничего нету, да? Нет, ничего нету. Ни у кого нет? Твой маяк виду, вижу. Мне почему-то показывается портфель там. Ребята, кто помнит, где этот банкомат? Я что-то не могу. Да вон карта, северо-запад. Налево, наверх. Налево, наверх. А, нет, там тупик. Во, все, да, надо обойти просто. Ты мог маркер поставить и все. Ну, там два банкомата, это на карту смотришь. Я поставил маркер и все. И все. Так, можно левел пока апнуть, да? Он же дорогие левела, одного поинта уже не хватает. Нифига себе, у меня под три уже давно. Да. Да. Снижение скорости расхода энергии. Там же банкоматы, энергии, которые не взяли, они отображаются на карте. Увеличение скорости перезарядки способностей. Увеличится еще точность оружия, урон от оружия на следующем уровне. Так, ну я поставлю финалочку нашу добить военную базу чертова. Хавк? Хавк? Сейчас я сбегаю с банкоматом. Ну туда пройти вроде должно быть легче, потому что мы туда проходили, в принципе, с Хавком уже даже. Ну мы же даже взяли, кажется, просто умерли потом. Понизу аккуратненько можно пройти. Вы просто смотрите сразу, как мы отходить будем оттуда. А, вы уже хотите на миссию? Ну да, мы же военную базу должны добить. С какой стороны заходить будем? С той же самой, просто понизу надо идти и все. Видишь, там маркер где. Угу. То есть, в принципе, понизу довольно неплохо обходится. Хорошо, да. Поехали тогда, потихонечку стягиваемся туда. Да, на маяк телепортируйся просто туда и все. А можно как-то на маяк быстро телепортнуться? Да, выбираешь маяк и телепортаешься. А, понятно. Прикольно. Разобрались спустя 3 часа. В смысле, это ну, было я... известно? А почему нельзя вот через тот вход? А чего Хавка там пинчит? А кто меня убивает? Ты с оружием идешь, да? Не знаю, видимо, с оружием шел. Скорее всего, да, пробел, наверное, нажал. А ты банкомат-то все-таки ломанул? Да я еще не добежал. Я даже не знал, что можно телепортироваться. Да, там маяк рядышком находится. Круто. Знал бы прикуп. Ладно, мы тут просто ходим. Угу. Сейчас мне тут сначала еще камеру нужно выключить, прежде чем взломать. У меня зато теперь максимальный уровень взлома, я могу... Миша, садись на карты. Нет, как? Вот за... Это за укрытие, за вот этот столбик маленький, парковочный. Может, с другой наш стороны рай... тогда, чтобы... Наш район. Да не-не-не, ты не понял. А мне на какой маяк после телепортироваться? Ну, к военной базе. Там... А какой там несколько? Ну, у входа у главного. То он один там. Вы там ждете меня еще? Да, где мы все время заходили.
сейчас. А я... там ворота же сломаны. Я протез себе поставил. Красава. А мне не надо протез. И указатель Фред. Минус 600 денег только. Минус 1200. А у меня вот своя обилка есть на это протезирование. О, достижение. Изимания, достижение. Все банкоматы? Ачивочка. Here comes the money, here comes the money. Мы богаты. Да. Ближайшее, ну все, Миша, все, вкололся сразу всем, а после этого. Все, я к вам пришел. Так, ну давай, план такой же, как обычно. Заходим? Я вскрываю, погоди. Да я уже начал. Можешь, так нет. Ты вот обесточил, из-за этого мы тогда и не могли выйти. А мы же можем пройти так просто, чего? Так раз и все. Что? Ну это же типа жульничество. Да. Жулик. Нам по низу, получается, нужно идти, правильно? Да, там вроде все спокойно относительно. А, ну только один вон я вижу. Миша, мы так же работаем, бросаем в СПТ сначала. А, то есть вы на пофиг бежите? Не-не-не, назад-назад. А чё назад-то? Понятно. Да там уже парень. Все, уже все. Вырубайте его. Тей. Да, ну не так же. Ладно. А как? Я только так умею. Там уже бежит следующий, короче, понятно. Ну, проходим, нормально все, вниз идем, спускаемся. Вырубай. В самый низ. Ребят, может вы их вырубите, пока я камеру отключаю? А зачем ты камеру выключаешь? Хавк. Да, нам так туда даже не надо. Скрутили. Слушайте, на меня наушники найдите. БСП, хватит по хавку принудительно стрелять. Что вы там делаете? Зачем вы туда-то побежали? Нам вниз надо, хав. Ай, там палится, я палюсь. Зачем, почему я думал, что это... Так я камеру отключал. Давайте. Короче, я самое главное звено здесь, потому что без меня вы не сможете ничего отключить. А нам и не надо отключать, можно так пройти. Ага. Ой, все, бегут. Черт. Ну, ребят, ну что вы делаете? Ну, Тей, нет. Все разбежались. Хап, мы тебя тут сзади прикроем. БСП, а что ты так? А мне уже стреляют. БСП, что ты... Ребят. Все, они сейчас сюда заманиваем, заманиваем. Вы меня воскресите? Ребят, мы тебя воскресить? Эй. Ладно, ладно. Воскрешай его пока, я прикрываю. Слоумо, воскрешаю в слоумо. Снимаю порчу, воскрешаю в слоумо. Мне кажется, слоумо не помогает воскрешению. Слушай, в слоумо там 5 бафов вы получаете. На урон, на скорость перезарядки, на способности, на перемещение. Я, между прочим, тебя воскресил. Ты как бы... Стой, да, я изучаю какие-то черепные биопластины. Нифига откуда в меня чувак стреляет, видали? Черепные биопластины 5 косарей стоят, но изучать там их хочет. Нужно, потому что я они... Я банкоматы взял. Я предлагаю бежать дальше, да. Я предлагаю по стелсу пойти. Тей? Да как, где дальше? Куда дальше? Кто бежал? Мне вот там камеру здесь нужно выключить. Погодите. Маяк, что ли, пропал? Я его верну. Ребят, подождите. Я камеру выключу, и нам нужно вон туда, в зеленое дупло. А, я понял. Да. Хорош! Все нормально. Выключил камеры. Ничего я не спалился. Там уже бегут. Никто не бежит. Никто не бежит, все в порядке. Камера озадачена. Куда вы лезете? В дупло. По низу проходим. Там можно на этот самолет посмотреть 2017 года. Этот апгрейд черепный, он реально очень хорош. Если он будет стоить тоже копье, типа 500-600 баксов, мы очень... А можно просто в ПК игру поставить и подождать, пока деньги нафармятся, да? Это путь. Подожди, не заходи там. Так там никого нет. Там же фуловая стенка, какая разница. Так может они заглянут. Не-не-не. Мы не поместимся, вот одна проблема в чем. Поместимся. Поместимся? Сожмемся и поместимся. Тей, давай прижимайся к БСП. Не надо ко мне прижиматься, я все-таки... Ну, ладно. Так, давайте я попробую по стелсу пробежать. Погоди, сначала а куда бежать-то вообще нужно? Сначала вот камеру. Наверх. А какие камеры? Там никто не палит, хавка. Да какая разница, камеры... Вот ты пробежался, блин, по стелсу. Камеру выключил зато. Ну, я на себя бачу. Спрячься, да, мы будем их вырубать. Что-то они как-то зависли. Смысл в том, что нам нужно туда зайти. Оп! Принимайте! Ну, ребята, принимайте! Я сам закосячил. Готовы?
Вообще красава. Идемте забирать. Я побежал уже. Лучше охраняйте, чтобы мы, когда выбегали, могли... Я снимаю камеру. Ладно, не буду. Так же выходим. Защищаем человека с портфельчиком. Зачем камеру-то было убивать? Выходим так же, как заходили, да? Красиво. Так можно по центру пробежать, там вроде... Нет, давайте вот без этого. Да нормально, там камера выключена. Хав, все, возвращаемся так же, как выходили. Хав, ну ладно, короче, у него все равно этого чемодана нет. Да, я не знаю, что вы там бегали, я уже здесь. Там люди там просто ходят, ты рисковал. Идет. Стой, 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 там... Ладно. Ну и ясно. Это не на меня. На кого? БСП, если знаю, что, бросай к портфелю все. Это Хавк выходит своим прогулочным шагом. А портфель можно сбросить? Слушай, БСП, ты прям стоишь, палишься, да? Я за укрытием стою, я не знаю. А, понятно, это лагает просто. Я сейчас людей могу. Давай. Так он с броней, куда там залез? Пинай его с броней. На тебя. Он же сейчас вызовет. А где он? Он застрял. Выпинывайте его. Своих не бейте только, алло. Все, 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 побежали. Понятно. Четыре пенделя получил бы прилично. А мы сможем обратно по трубе залезть? Изи. А может как раз для этого ноги нужны? Не, мы и раньше залезали. Вот видите, как хорошо тут камеры нет. А нельзя? Как нельзя, можно? А у тебя ноги, наверное, есть, да? У меня нет. А, нет, нормально все. Мы залезали без ног, алло. Как это вообще происходит? Стой, 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 стой. Так, здесь тут хорошее дрон. Место, чтобы принимать. А что там? А, создано? Все, они не видят. Мы пробегаем, чего вы? И выходим через лево. Видите, я там камеру слева выключил. Она... Красавчик, Хавк. А туда тоже можно выйти, там же выход. Да, мы туда идем, в общем-то, поэтому... Вот видите, а я камеру зачем выключил? Зачем? Бегут! Экспа! За нами бегут! Миша, зачем? Вот сейчас хорошо получилось. Сейчас слаженно сыграли. Да, только Хавк в определенный момент решил не идти с Тимой. Но это нормально, он соло-игрок. 4 на 4. Ой, подождите, бронежилет у нас есть на исследование. И стелс-генератор какой-то. Бронежилет, я думаю, бронежилет легкий. Полезнее будет, да. Но я предлагаю все-таки сначала исследовать этот. Да исследовать. Не стоит надевать про. Броня на 60. Надо исследовать. Сколько это стоит вообще он? Стоит он, скорее всего, так же. 600, 800. Надо посмотреть. Но мы бесплатно. Уже черепные пластины на треть уже. Я надеваю его. Да не надо прототип надевать, ты не сможешь потом... В смысле? Ну он же... Прототипы нужно исследовать. Насколько я понимаю. Но у меня нету исследования бронежилета почему-то. Как нет? Ну потому что в исследование захожу, и только черепные пластины. Нет, там снаряжение есть. Можно. Давай тогда исследуем бронежилет, окей. Не, не надо, давай доисследуем черепные биопластины. Миша! Что-что? Ой, ё-моё! Что, ты минуснула мирного, который меня спалил? Это был не мирный. Все равно спасибо большое. Ты, пожалуйста. Я не ожидал, что ты прикроешь меня. Прям... Так, окей, следующая миссия. Мур-мур-мур. Корпорация Виверны, давайте, то же самое. И верно, давай. Все, маркера запущены. Предлагаю портаться на... где тут ближайший маяк? От который рядом с банками, который Хавк хакал. Хотя... Не, я передумал. Короче... Я всех телепортнул вроде туда.
А, нет. Нет, ты сам ушел. Ну, я нажимал телепортнер. А что за предупреждение? Агент собирается использовать прототип. О, у меня броня появилась. Блин, хал. Так, маяк я вижу, где БСП находится, я к нему тоже порчусь. Короче, бронежилет мы уже не исследуем, я так понял, да? Почему? В смысле не исследуем? Потому что Хавка надел его. Я могу снять? Ну, сними. Снял. Да. Так, так и ходи. А, типа, нужно сначала исследовать? Да. Ну, если ты его сломаешь, так, полагаю, будет плохо. А, я уже здесь. Дурак. Ой, мне, кстати, чуть-чуть экспы не хватает, я смогу армористых парней ваншотать. Найс. Так, все здесь? Ап. Так, вы где? Куда телепортируемся? А, бронежилет исследуется всего за 1800. Я поставил его тоже параллельно исследоваться. Куда телепортируемся? А, наверх, ты посмотри, где мы стоим, где маркер от... Вот. Вижу. И наверх идем к БСП. Так, какая у нас задача-то вообще? Есть брифинг какой? Или идем по стелсу? Да, мы сейчас заходим через этот, и надо на каждую иконку просто зайти, и все. Видишь вот эти иконки? Тут, в принципе, это один коридор, мы можем начать вот с нижней, ой, и по коридору продвигаться вперед. Это уже охранная зона? Да. Вот так вот просто без дверей даже. Я даже вижу путь отхода, смотрите, вон там, внизу. Ну, то есть, видишь, заходим сюда и по коридору идем дальше, аккуратненько желательно. Ну, то есть, стрелять... Что значит аккуратненько? Вы сейчас спалитесь уже. Ну, по коридору, в общем. Ты понял. Ну, вниз, то есть, да? Или... Ну, на ближайший, на нижний мы идем. Нас с двух сторон обходит. По дороге. Да, нас обходит. Да забей. Убивать? А может, стелс-генератор будем исследовать еще? Миша, рука дрогнула, что ли? Справа идут двое. Ребят, по стелсу проходим. Не выпендриваемся. Ноги, ногой его. Добро. Ну, работаем, продолжаем по стелсу. Все, да, тут охраны меньше, поэтому... Это не военная база, все-таки. Еще двое, дрон... Камера. А какая у нас легенда? Зачем мы сюда пришли? Да, вообще, как бы, брифинг все-таки короткий. Может, а, это самое. Замечательный брифинг. Корпорация Виверны, хотя настоящие хозяева... А, Виверны — это прихвостни Драгогенетик. Психопаты держат весь район в ежовых рукавицах. У нас три цели: склады, клиника и отель, который верно переоборудовали. Перед началом активных действий, думаю, имеет смысл потратиться на добычу. Ну, короче, эй, беги! Нет. Я дрона уничтожу сейчас. Что происходит? Тут уже замес. Замес. Там как бы камера сейчас спалит, БСП. Понятно. Ха. Ладно, на пофиг. Режим на пофиг включен. Камеру заодно вырубайте. Там сзади пацаны пошли. Ты уходим. Нормально так заходит. За эти баррикады прячьтесь, чтобы хотя бы укрытие было. А зачем я открыл вот эту фигню? Миш, проскань, пожалуйста, где и второй. Ага. На втором ярусе, что ли? Да. Нужно надо через лифт заходить. А, нужно две открыть, да? Так, ребят, у нас тут это самое... Я... Сейчас все будет. Это самое, я побежал. Погоди, рано. Вон, через лифт, да, давай. Ой, ваншотит, молодец ты. Я по дрону работаю тогда. Чё-то не открылся. Еще нужно открыть какой-то? А, ну это Миша должен просканить, чтобы понятно. Миша, проскань сейчас. А ты не сделал. Только отключи. Не-не-не. А, нет, это там, не то, а там дальше, оно дальше идет. Это не тот из выключил. Ну, блин. Что было, то и выключил. Миша, у тебя хп мало, ты бы спрятался куда-нибудь. Я спрятался уже. И ты не стреляй по ним, если все, потому что когда стреляешь, ты высоко. Стей аналогично. А я не на линии сейчас был, он по мне все равно не попал, как выяснилось, потому что я по нему тоже не попал. Хавк, там тебе саппорт нужен будет, наверное. Я помогу тебе, Хавк.
А, хап, там такой же лифт, хотя нет, там. Да-да-да-да-да, вот беги, все правильно. Тут менее агрессивно, чем военная база. Конечно, тут просто народу тупо мало. Тут есть канаты! Я могла сюда залезть по канатам! Не надо сюда идти, я здесь выключаю. Откройте дверь, БСП, да. Заходим. Можно сразу по канату вон туда проехать. А, у нас снаряжения нет, только у ты. Я есть, я могу. А я полечу. Безопасное место это куда? А, давайте слушай, дальше. Там пацаны как бы идут. Нам надо дальше наверх. Они идти. Камере к убитой идут, так что там... А, ребят, там внизу есть свет. А, внизу еще ребята получить. Подошли. Нужно сведения сходить получить. Ачивку дадут. Я побежал за сведениями. Блин, Хав, вот ты... Да нормально все. Ой, и еще один. На линию вышел. Да. Ходи оттуда. Я сейчас где камеру все? Еще отключу. Где все вообще? Миш, наверх я предлагаю тебе. В лифт наверх. Хорошо. Они тебя не должны найти. Они сейчас меня будут стрелять, скорее всего. Ой, я на канате совсем уехала. Слушайте, смотри, там куда новый ты? Какой-то чувак появился с маной. Ребята, мы не должны, вы должны защищать меня, куда вы все убежали. Бросай что портфель. Зачем ты там умер? Что значит? Хороший вопрос. Что значит, зачем ты там умер? Я сам что ли сказал? Надо было мне здесь брать портфель и уезжать на канате. Вот-вот. Зачем ты-то портфель взял, БСП? Потому что я там стоял, вы убежали оттуда все уже. А заново портфель придется брать? Ну, естественно. Пока взлом еще работает, вы можете взять его. Я сейчас на канатной дороге полечу. А ты тоже умеешь? Не знаю, у меня лагает она, когда я лечу. Не знаю, а я ты просто... откуда умеешь? Блин, все я умею. На курсы. Тоже умираешь? Как? А я думал, я особенная. Я пойду за портфелем. А, портфель, кажется, лежит с телом БСП, там что-то горит. Я все равно зайду, может, мне дадут. Да, что-то есть. Да тело мое горит. Так, ну хорошо, там вроде разбредаются, все успокоились. Не, я зашел, мне не дали ничего. Значит, рядом с БСП. А когда возьмем портфель, куда? То есть я его там дальше, беру. Вы маяки смотрите. Слушай, там какой-то чувак с щитом мало ходит. Миш, да, тебе вижу. Надо взять портфель и на канатную дорогу. То есть наверх нужно? Да. Ты же хочешь эффективно спуститься? Я уже спускался как раз. Блин, говори добро. Да как ты видишь меня? Ты не туда пошел. Навик, куда идти? Куда идти? Беги наверх. За тобой уже все пошли. Ну координируй, алло. Координируй координатора. БСП, координируй. Я умер, я сейчас вернуться надо сначала. Ну и ладно. Я пока с портфелем спрятался. Я, короче, помойки. На пофиг бегу. Блин, я хромаю, но бегу. Ой. А ты где у нас? Я умерла. Меня убили. Так вы сейчас все там или уже нет? Я спускаюсь по канатной дороге. Короче, я к вам бегу туда. Ой, я, кстати, с нее упал. Блин, я разбился. Бывает. 5 хп. Бегу, бегу. Че, умираем, что ли? Не умер. Я помогу тебе. Я к вам туда, ребят. Миша, ты где вообще? Наверху, вот, если прямо бежать. И там есть что сломать, и можно наверх пройти. Ну, может, ты как-то подсаппортишь мне здесь? Я могу нажать кнопку D. Ребята, я к вам. Ладно, я к тебе бегу. Да не надо, не надо. Я на канатной дороге к вам еду. Я проехал до конца. Ты к нам привел, надеюсь, кого-нибудь? Нет. Ломай, Хавк. Ты где вообще? Пытаюсь тоже прийти. И заходим. Ой, там слева, опасно там. Там очень много народу. А нам точно сюда? Ну, по карте, да. Ну смотри, у нас еще три задачи, да?
Вот, например, а если... Смотри, БСПшечка, БСПшечка стоит. Посмотрите, вы можете взять левую, левую штуку. Тут народу просто шандец. Левую, левую сможете взять? БСП просто полетел на канате. Ой, его принял пачка. Такая жесть просто. Миш, посмотри там. Да я увидел уже, да. Нам нужно что-то с этими делать. О, черепные биопластины сделаны. А-а-а. Можете ставить себе пластинки. ХП увеличится, броня поднимется. Так а только у маяка же можно. Да-да-да, ну сейчас как раз БСП ресается. Что будем делать? Камеру выключили. Там 4 человека. Я могу к этой канатной дорожке подняться, если там нужно портфель захватить и уехать. Тей, БСП, нам нужно вот левую подпольную клинику гиперпротезов, чтобы вы захватили. Потому что мы застряли тут с Хавком на последней верхней штуке. А куда ты хочешь пойти дальше? Наверх, через вот эти вот ворота и вон к зеленому Continental Heaven. А, континентальная гавань. Ну давай потихоньку проходить как-то. Тей, нам проще вообще, наверное, было пройти снизу, там быстрее. Можем, смотри, вон здесь... направо туда пройти, да, направо, к фиолетовому дереву. Склады так, доки мы не выполнили. Да, хорошо, давай тогда, они уйдут сейчас, а мы по правому флангу. Ребята, мы ни одно еще не выполнили. Как ни одно не выполнили? У меня мы одно взяли, но не выполнили. Ну да. То есть у меня все три задачи, они активны еще. Естественно, у меня портфель с первой задачи. Сейчас мы идем на вторую, выйдете на третью. Окей, хорошо. Мы идем тогда на нижнюю, которая налево. Клиник. Угу. Тей, ты где сейчас? А, где ты умер последний раз? А, ты. Блин, тогда я тебе проще к Мишкеру приджониться. Миш, она к вам ближе. Зачем? У нас двое. Или ты один справишься так, с той миссией? А в любом случае она не пройдет, по-моему, туда. Да нормально, сделает апгрейд себе на голову сейчас и все. Или она уже прошла? Вот... Ну она у вас там, внутри, а я... Ладно, заперек, ты заходи, там. В общем, мы там сидим. А как? А ты где? А вот где БСП последний раз умер, там еще на канатике кататься можно. А, вижу, да. Ну, в общем, там, ты, кстати, спускаешься вниз, переходишь... Не переходишь через дорогу. Нет, просто спускаешься вниз, но не сейчас там чувак тебе идет. Ага. И потом наверх по лесенке и вдоль. Да, Хавк там уже ломает дверь, чтобы ты могла. Но она недолго действует, так что поторопись. Не настолько стоит торопиться. Подождите. Иди уже, спускайся, можно уже. Спускайся вниз и пробегай. Можно. Координирую. Я координирую тебя. Координируй, Тей. Наверх по лестнице. Ну не туда. Я не скажу. Там кто-то идет по лестнице. По какой лестнице? Которая вот здесь вот? Стоп, или которая через дорогу? Вот откуда чувак идет? Пробегай. Давай спускайся, ну! Блин, надо было все-таки апгрейд тебе сделать. Здоровье 10, броня 10. Быстрее, туда. Просто беги. Я помогу тебе. Ну господи. Надо выключить. Она быстрее реально бежит. Беги, Тей, беги. Как Нео. У тебя 100% скорость перемещения. Инфа 100%. Миш, мне кажется, так только хуже. Ну, как хотите, ладно. Дальше куда? Не туда, не туда, направо. Направо, вон зелененькая штука, видишь? Ага. Вот, все, к нам приходим. Хавкуля. Так, слушай, Хавк, нам сразу можно идти уже, пойдем. Пойдем, поднимайтесь, пойдем. Пойдем. Погоди, камера-то. Блин. Отлично, сейчас я ее выключу. А что ты не выключил камеру? Так была уже. Походу дела резист у камер больше. Че, проходим? Да пора. Там, правда, один чувак ходил, я видел. Вроде прошли. Ребята, у меня тут патовая ситуация. Так, ну ты, БСП, ты... А зачем ты сюда заходишь? Это же выход вообще не тут. Не-не, вот рядом прям клиника у меня, под боком. Хавка, зачем? Погоди, там... А я не смогу вверху монтажа сделать, я здесь отключаю. Сейчас ворота должны открыться. Какие ворота? Не открылись. Ты просто вернуться типа можешь. Я думал, ты можешь монтаж сделать. Нет, монтаж только БСП делает. А мы оттуда пришли, получается? Да. Да, мы оттуда. Нам, короче, нужно тогда и через главный вход заходить. А, да, потому что монтаж-то я не могу сделать.
Там 5 человек. В принципе, можно попробовать повыманивать, вырезать. Так, господи, что у меня туда-сюда бегает персонаж? А как быстро оружие менять? Кто-нибудь знает? Я даже не знаю, что у меня есть за оружие. А, и отстреливать буду. Готовьтесь назад, отступать просто и все. Это что за... Он даже не определяется, он не понимает, что происходит. О, отлично, сняли. Второго также, Тей, готовимся. Угу. Работаем. Там, короче, есть наверх проходы, там можно отключить камеры. Он уходит. Е-е-е, не ушел. Так, да еще... как вы меня видите, это мое. Ну что, проходим, БСП? Ой, в смысле БСП. Тейхавк. Там а внутри... куда проходим? 8 человек, ну это просто жесть. 9 человек, 10. Там трое. Трое плюс две камеры. Офигеть. Блин. Так, так, ребят, я иду за вами. Может и не стоит. А что они, там... где они сагрелись-то? За Хавком. Они, а, кстати, вот, идем. Хавк, за нами, быстро. Там, правда, ой, нет, прячемся налево. Капец, там еще группа. Ну, вроде нормально пробежали. Тут, во-первых, сломать можно. Ой, эти тоже бегут. Так, Хавк, смотри, можно ломать слева. А те-то нас тоже потеряли. Можно вообще сейчас пройти уже к цели по левому флангу. Ты там, где ты. Угу. Только там камера, опять же. Но вроде есть мертвая зона в углу. Нет мертвой зоны. Назад, смотри, назад. Там вверху проход, где можно отключить камеры. То есть вот направо там, наверху. Смотри. Дальше там. Направо. Направо веди камеру, и там наверху здание, где канаты ведет. А, да, вижу. Жилет закончился. Кого спалили? Меня, походу. И снизу подходит. Ой, можно давайте налево. За камеру тут хочешь? Тут камера. Ну, пробежали бы, чего. Нормально сидим. Принимаем тут? Получается так. Я вас с другой стороны стенки жду. Ой, плохо. Так, ты балом. Там дофига народу. Мне кажется, мы тут останемся. Да, плохая идея. Невесты не надо, убьют. Есть предложение прорваться попробовать. После того, как ты встает. Причем надо тебе прорваться. А куда? Вниз, может быть, там проход. Там к третьей уже точке проход. Короче, побежали, наверное, да? Под стелсом? Ой, под этим. Да. Ну, ты понял. Так, может, вниз пойдем? Ну, вниз, да, через эту дверь зеленую. Блин, а там-то не забрали мы? Там не забрали. Ну, а как ты предлагаешь мимо них пробегать? Ой. Какой-то адреналин не очень. Адреналин уже закончился. Ой, меня просто сразу вонзил. Беги, Миш. Понятно. Мне кажется, надо хором все-таки проходить, а не делиться. Да нет, мы-то шли нормально, это ты отстал. В смысле я отстал? Мы с первым портфелем, когда меня гуфнули, я к вам так и не вернулся с тех пор. Ну это есть такой косяк, что если умираешь, то вернуться обратно в команду сложно. О, БСП, привет. Миша, я... Я чувствую поддержку из-за этой бетонной стены. Ой, нет, откуда? Что я сделал? Надо было заходить в зеленую дверь, пока он жив. Что я сделал? А как они спустились-то, гады? Миша, попробуй прикрытие сделать. Там народ ведет. Не, вот так вот. А, у меня... Ой, ёпперес это. Эй, я предлагаю, иди к ним. Ой. А у них рядом есть какой-нибудь маяк? Ой. Они потеряют тебя, потеряют, стой, не высовывайся. Ой. Так, сейчас. Пошли, все. Я там народ. Это рейс, с которым мы пошли. Так, а где все? А, вот там, вижу.
Давайте отсюда сейчас и пойдем, окей? Эй. Да, 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 я здесь. Ну, вот там, где все. То есть мы. Портфель через забор, да. Нельзя. Да, Миш, выключай, ну ты же понимаешь. Почти, почти, там... почти. И все, нам заново портфель нужно брать, а? Все три? А нет, он будет там валяться. Он будет там валяться здесь. Ладно. А здесь тогда хорошая точка, потому что тут есть как раз следующая. Вот одна и вторая нам как-то нужно в любом случае. Нам нужно пойти. Правую верхнюю взять, получается. Почему? Ну, сейчас, мы же ее не взяли. Бегите сюда к нам. Мы тут а через этот вход пойдем и все. Через низ сразу, чтобы не оббегать все это по 100 раз. О, маяк стоп. Рядом. Я могу указатель. Вы можете резаться на мне, кажется. Вот указатель сделал. Это вот. Резнуться на тебе. Типа, это как? Типа мод какой-то. Я не знаю. Это вот. А где ты что сделал? Цена 500. О! Я резнулся прямо здесь же. What? Fuck. Ясно. Сиди там, короче. Сижу Хав, здесь, где? Все нормально. Хав, я... присоединяйся. А как я присоединюсь? У вас рядом маяка-то нет. Есть, портнись, вон он, прямо рядом с нами. Как, почему я имбу поставил какую-то халяву нахожу? Ты сейчас через это, короче, привет. Давай я открою. Хавк, иди сюда. А куда вы все деньги уже потратили? Исследование идет бронежилета. А может, кто-то уже купил... Бронежилет уже все. Готов. Легкий бронежилет можете покупать. Когда будут деньги. Я хотел серебряные пластины потратил? Поставить. БСП, ты поставил себе пластины, да? Поставил. Что еще поставил себе? Всё. А Тей, ты себе поставил пластину? Ничего не поставил. Ой, я могу бронежилет то есть поставить еще. Окей. Я жду, короче, 600 золота, чтобы поставить себе череп. Да давай БСП, лучше... уйди отсюда. Давай уйди я поставлю лучше себе броник и все БСП. Нет, давай мне. Давай. Тебе так... Ты и так умираешь постоянно. Вот именно, чтобы я не умирал постоянно. Вот сейчас долго будем ждать 600, но быстрее, да, сгоняем. Как нормально, по 15 капает. Ребят, вас ждать? Можно исследование приостановить, чтобы денег больше было? Не, Миш, ты должен с чемоданом там тусить. Именно в этом месте, да? Да. Класс. Ну, и чатик почитаю хоть. БСП, БСП не броника, а черепная, то есть у меня просто под кожу в башке металл вмонтирован. А, бронежит, а есть что-нибудь для Самаха? Увеличения энергии? А, энергии. Все, ясно. Хав, купил себе броник. Да, все, я купил. Я могу, уровень повысив, вам немножко энергии потянуть, а пока нет. Вот ты за 600 купил буст на 10, а я за 300 мог купить, и ты мог за 300 купить на 60 брони. Вопрос, зачем? Так. Но там гиперпротезы. За 350 мы могли два броника с тобой взять. Я хочу быть ультрасолдатом. Броник на 60 броней. Ты взял... Включите систему, Хавк, ломай. Вот. Пацаны, у меня проблема, чемодана нет. Как нет? Хавк, я уже включаю. Нету чемодана. Мы к тебе идем, забей. Чемодана нет. Так что, нам забирать опять его? Да, мы и тут уже пойдем, пофиг. Поехали. Камера. Не знаю ничего. Ну, прям под камерой стоять, конечно, не надо было бы. Ребят, вы сейчас на толпу выбежите. Куда вы? А куда мы вообще пришли? Это... Мы же могли с другой стороны зайти и там чемодан взять. Зачем вы все ломанулись-то вперед? Ну, под контур уже оббегать. Ребят, ну вы вообще даете. Справа чемодан взять. Что у вас там опять? Какие проблемы? О боже. Просто по прямой пошел, отдался Хав. Зачем? Зато броньку успел. Справа можно легко взять чемодан. Зачем мы сюда-то пошли? А, я его уже принес, говорят. Ребят, там я принес чемодан. Да? А куда ты его принес? Склады доки получено. Вот. Подпольная клиника вот и континентальная гавань. Короче, нужно на другой маяк прыгнуть, и там есть проход. Пойдете? Конечно, пойдем. Все, погнали. Поехали. Пошлец.
прыгайте на тот старый маяк. О, Тейк уже здесь. Хотя тут столько народу, что... Ой, Стелс не вовремя крутился. Да не, не переживай. В общем, я вас жду. Пиу. Вот, вот где синее дерево, нам туда надо. Там как раз БСП монтажем пройдет, я камеры отключаю, мы забираем. С дерева грузимся, да? То есть... Короче, я к синему дереву иду тогда. Ну, ты телепортнист на маяк, с которого мы пришли. А вы забрали этот следующий? Вот здесь точка же на квестовая. Вот прям здесь рядом с нами. Край... Крикеттек. Вот это вот. И тут до нее бежать-то, господи, вообще лол. Тейка, давай-ка назад вернемся. А там лут лежит. Там, да там патроны просто. Там вон люди ребят, ходят. Ребят, вы идете или что? Сейчас, секундочку. Как вообще? Надо, надо кое-что сделать. На каком маяке ты хавк вообще? А, ну, понял. Вот, посмотри. Мы, то есть мы, там, кстати, где мы бежали. Спасибо. Вопрос. Не знаю. Надо камеру как-то, может, убьем? Давай, да, убьем. Короче, БСП, мы с тобой вдвоем пойдем, если они хотят. Не знаю, наверное. Пойду я за 300 еще броник подойду. Бежит только один. Я встречу. Они простенькие. И второй бежит, и третий бежит. Сейчас БСП, я броник куплю. Ничего, ничего. Миша Нубас чат не читает, это да. Да, Монгомери. Ну, по крайней мере, то, что Миша Нубас, я согласен, что чат, да, я кто не ж, знаю. Кто ж это самое? Кто ж против? Хав, тут народ дофига, кстати. Да смотри, сейчас сделаем все легко, я покажу. У меня как у Джакса уже руки. Это с огнеметом, что ли, чувак идет? Я не пойму. Я сниму его. Смотри, здесь все просто. Так. Сейчас вот этих пацанов нужно подождать. Вот чувак с щитом меня смущает очень сильно. Вот смотри, ты, нам нужно какой-то вот... какой-то водяной. Нам нужно как раз нам в нужно... эту, в синюю дверь. Наверх, к фиолетовому дереву. Я предлагаю... Блин, Хав, на самом деле нам проще пробежать к ним, к ребятам, через левый маяк сейчас уже. Давай так и сделаем. Зачем, если мы там заберем легко вдвоем? Я предполагаю, чтобы мы все тимой ходили, потому что вдвоем мы на толпе отдадимся. Ой, я в тебя попадаю. Еще один бежит. Мне кажется, они там о, лучше. Я сниму. Попробую спрятаться. Не-не-не, да, ребят, к вам ты еще. Ты хочешь на маяк туда прыгать? Я сниму. Да. Давай. Попробую. Ну, Михаил. Или вы умираете уже? Молодец. Мы нормально все у нас. Не-не, только, я правда, к ним бегу. Двое еще подходят. Мы идем к вам. Давайте, давайте. Тут как раз же вот синяя дверка и... предмет наш. Вы спрячьтесь за укрытием, подходим. О, плохо. А где вы? Далеко? Мы снизу, прям через пару домиков уже. Блин, плохо. Тейка, давай-ка свалим. А, да. Навстречу к пацанам нужно. Вы снизу? А, снизу да. Никого да, да, не да, вижу. Да мы идем к вам. По дороге прям вниз. А, идите. Вы с левее, я понял. Ой. А вы знаете, куда там идти-то? Да, конечно. Вот идите к нам сейчас направо на перекрестке и... Может, адреналин выключить? Нет, или... Ну, нас тут убивают, как бы. Так-то можно. Ладно, давай. За укрытие, хап. На... По лестнице и наверх. К нам и... Да вот же хап. БСП, ты все... под камерой не... стоишь, блин. Вы тоже. Как у... Что значит мы тоже? Понятно. У меня, кстати, левел-апов много, я не знаю, что качать. Наверх по лестнице, нет? Блин, он развернулся. Ребят, хелп! Не стреляйте по мне, не стреляйте по мне. Броню надо было покупать. Я не умираю так. Там ты. Сзади еще кто-то. Да ну нафиг. Я, короче, бегу. Ребята. Пойдемте вон в проход. Там надо ломать. Можешь ресните меня хотя бы? Ну, это мазохизм с моей стороны. Вот хавк, может, у него хп есть, по крайней мере. Гэм. Отступаем, отступаем. Можно, конечно, наверх оббежать, там всего два человека. И уже на верхнюю точку пойти. Давайте наверх, да, действительно. Чем назад сейчас возвращаться на 8 человек, это... Я так и предлагал сразу. Понял. В
Все, здесь их двое ходят. Камеру сейчас хавк отключит. А БСП, кстати, может направо пойти за и сломать. Идет. Надо принимать за нами? Пацанов. Ой. Они сейчас пойдут. Или нет? Не-не-не, погоди. Там пацанов-то много. Они расслабились. А, пойдемте вон туда направо, там БСП может отключить. Да-да-да, за хавком. Блин, я не знаю, что за... Какой левел качать? О, вы в курсе, что броники одноразовые? Серьезно? Да. Ну, там же вроде бы где-то сколько... была вилка, что восстанавливает армор. Ломай, ломай полностью. Потом заходим и... Не знаю, что делать. Сломать камеры надо справа. За наверное. Укрытие сначала. Погоди. К нам пришли. Да сзади что ли? Да, да. И справа. Там их много. Капка еще под камерой. Что вы творите, блин. Ребят? Ой-ой! Так, ты продаем, да? Дверь! Ты заходи, там... заходи. Заходи! Открыл. Да, ну по крайней мере труп здесь. Ты как дверь закрылась удачно. Вы под камерой все? Нам сейчас стягиваться будет. Я предлагаю ее. Наверх зайти. Я наверх бегу, там камера отключить можно. О, там этот бронированный еще. Такой этот шандец. А у нас пушечки никакие. Бежим, бежим, бежим пока. Бегите пока, мужики. Я пока дроном камеру отключить. А, да, кстати, наверху. По канату. Наверху по канату падать будем. Учитывая количество ХП, мы сдохнем скорее. Че я наверх не могу пробежать? Может, все-таки выключить? В смысле, мы. Ой, же... там народу. Шандец. Вот эй, стреляй. Будем прорываться на пофиг, прямо к этому. Да-да-да, наверх надо, вот в левый угол. Ну сейчас закончится слоу-мод. Ты налево наверх, налево наверх. А, там нельзя пройти. То есть только вниз. О-о-о. А вон, вон ты как прошла, наверх, наверх. А вентиляция у нас проходит. Так, а дальше что? А, ну по зиплайну рискуем. Здесь два каната есть. Так, ну я лежу, все. Я пока камеру отключу. Я рискую, чуваки. О, нет, пока ты... Нет, такой мазохизм. Я успел умереть, он упал. Господи. Мы пока тут пишем. БСП, ну это было красиво. Спасибо тебе за эту попытку. О, Ахаплей, привет. Ой, класс. Сделай себе мозги, я чувствую, сделаю мозги себе. Эй, ты чё меня бросил? Стелл! Стелл! Не успел, надо стелл! Погоди, Миша, там достался, что ли? Приехал уже трупик. На хавку надежду. Я могу, конечно, попробовать. Мне кажется, вряд ли. Да, давай прям туда, в толпу. Сделай. Джеронимо! А почему он до конца не доехал? Почему он упал? Потому что надо, чтобы была специальная приблуда для этого. Ну, я камеру отключил, на самом деле. Сейчас это очень выгодно. Не, ну они долго будут отключены. У меня, кстати, бронька полная. То есть бронежилет работает? Тогда я тоже бронежилет, наверное, возьму. 350 он стоит, да? Смотри, как у меня вообще просто я... Знаю. Можно во вторую ячейку его поставить еще. Че, два бронежилета можно надеть? Ну... Не, я второй не могу. Денег нет, да? Простите, я потратился. Но теперь есть бронежилет зато. А почему мы исследования больше не проводим? А денег нет. А что еще исследовать там? Не знаю, сделать генератор, комплект боеприпасов. Не надо нам. Миш, посмотри, что это отключает, то, что я делаю. Там автоматический пистолет Гаузер. И можно исследовать. У нас денег действительно нет. Я что-то отключил. Ты что-то действительно отключил. Магнум Гагнум. Куда-то видит туда. Можно зайти в клубешник под этим предлогом разведки. Что-то у вас должно быть отключено. Так, ну ведите куда? Слушайте. Давайте там выполним эту миссию. Сложную. Говорят, что это самая сложная миссия. Серьезно, самое сложное, так и говорят, самое.
Блин, ребят, мне нужно лазерный пистолет взять, потому что у меня прокачан урон от лазера. Не убедил. А вообще мы зря... всех врагов а вообще зачем... вырезать? А зачем мы заходим с этого конца? У меня такой вопрос. Проще же через левую дверь. Разве нет? То нам сейчас через всю карту пиликать. Ребят. Если почему через левую? Ну вот, снизу. Левый низ. Разве не проще? Миш, да, там. Что-то да, что-то я пока не понял, что происходит. Встречаем здесь его. Тэй, куда ты? Да, у него есть специальный прием. БСП, ты знаешь, куда идти, да? Я за тобой, в общем. Я только, ну смотри, что там не палились. Да я сама не знаю. Я в ночи скрываюсь. Это вот вы там что-то... Хорош. Реально стал скрывать. О, где мы? Куда мы делись? Ну, проходи, друг, проходи. Он разворачивается, я уже вижу, что собирается развернуться. Давай. Ой! Я немножко перепутал кнопки. Ну, ничего. Куда идти, БСП? И где Хавка? Еще такой вопрос. Я лазерный пистолет покупал. А, копишь, да? Купил. Все, бегу к вам. Как монтаж. А, нифига себе, мы сразу сюда попадем. Или нет? Нет, мы должны справа сломать, чтобы эту штуку... Что надо сломать? Ты просто обесточил подкрепу. Нам направо нужно и наверх. Короче, иди к нам и реально срежем. Неплохо так. Опять через дерево? Через дерево. Так я сразу предлагал там бежать. Да-да-да-да. Полчаса назад. Согласен. Там бегут уже люди. Это же дерево, не просто как так. Это произошло сейчас? Что-что произошло? Ну, вокруг Тей получился кружочек. Левел ап? Да. А, да? Разбираем их? Разбираем их? Погоди, левел ап. Да, разбираем, короче, уже, судя по всему. А, у меня не на что тратить. Что-то там много пацанов. Разбираем, короче, заходим. Чего я с выстрела убил? Лазерный пистолет тащит. Миш, а почему ты не... Блин. Броник халява какая-то вообще. А он не регенится, правда, да, броник? Не регенится. Изейший. Темнейший. Паник он поднимает. С ноги ему! Не успеет. Вот, ломай слева, поднимаемся наверх, кошка. И все, и отлично. Оказываемся в нужном месте. Чувак приходит сейчас, надо его принимать. А че он куда пошел? Спускайся, спускайся. БСП, сейчас он прям... И пинок еще. Контрольный пинок был. Контрольный пинок в голову. Он еще один бежит. Дрона я быстро убью сейчас. Дрон тоже запускается. Так, а вот сейчас будет много народу. Нам, может, есть опция вообще пройти? Нет, нету этой опции. Погодите, пусть они... Там камеры все еще выключены, ребят. Это хорошо. Можно проходить. Ребят, там снизу дрон сейчас панику поднимет. Как вообще так? Он вышел, увидел трупы, давай паниковать. Может, туда сбегутся тогда люди? Я за. А, ну, фиг знает. Там он поднимается обратно, дверь надо, чтобы закрылась. Миша, смотри. Все, ребята. Хорошо. За укрытие. Там что-то как-то многовато, мне кажется. Да. Так что кстати, делаем? Давайте координируем. Хавка продаем, я понял. Предлагаю бежать. Я наверх иду. Так, господи, побежали, ребята, побежали. Да ты там побежал, народ, смотрите. Опять по зиплайну, что ли? А как еще? А, по-другому не спуститься. Я понял. А зачем? Зачем можно было влево сейчас уйти спокойно? А давайте тут их встречать с мели вообще. Давайте. Вообще отличный план. За укрытие становимся?
за укрытие. Я просто жду, когда у меня ХП отрегнется. Так ты за укрытие встань, что ты встал-то в ровном поле? Будут выходить, будем принимать. Все. А они сюда не зайдут? Ну как не зайдут? Ну тогда халява вообще. Регенимся и все. Хавк, что ты делаешь? Ломаю. У меня снова левелап, что ли? А, нет, предыдущий. Это у меня. Я по канатам ездить умею, я доеду. А куда? Рано еще пока. А куда надо? Я могу пострелять из снайперки. Ты все равно спустишься просто вниз, и все, и ты там одна будешь. Тейка, давай постреляем тоже из снайперки. Давай. Да, все, по хавку. Отлично. А, куда? Нет! Ой, долетело. А слушай, там позиция для снайпера хорошая. Какие наши будут действия? Какие наши доказательства? Да. Ну смотрите, нам нужно взять в континентале тему. Там зачем чуваки подбежали. Да я сагрил, вот камеру просто зачем убил. Зачем камеру? Еще чувак вылез. Они сейчас куда-то побегут все. А они не видят снайпера, что ли? Они не достают, кажись. Это вообще ну, халява. Ты давай подстреливать их сверху просто и все. Работает система. Кстати, заметили, что это Чайнатаун? Там дракон нарисованный. Да, именно поэтому. Они тоже так и назвали. Они приехали в город, увидели, что дракон нарисован. Назвали это Чайнатаун. Ой, все. Чудо вообще, чуваку. Видимо, просто ветер стреляет по нему. Наверное, показалось. Ходит, ничего не делает. А я тоже могу так стрелять или нет? Ну, у тебя снайперская винтовка есть? Нет. Ну, можешь, конечно, попробовать. А, да ладно! Что? Потому просто из пистолета. Потому что у нас снайперка с глушителем. Поэтому они на нас и не агрились. Что за халява? Ребята. Окей, я тоже глушитель сделаю себе. Опять обуз. Это знание механики. О. А, он куда-то заходит. Это грамотное позиционирование. Левелап там у кого-то уже. Еще меня, что ли? Хафт, ну... А, нет, ты попадаешь, смотри-ка. Если я выйду и пну, я потом обратно. Плохой план. Не знаю, я предлагаю на зиплайне спускаться. Ну отстрели сейчас последних там битых и все, и на зиплайне. Поддерживаю. Там никого уже нет. Два броника внизу. А как вы видите про... А, два броника типа этих врагов? Ребят, я уже хочу спуститься. Ну давай, я за тобой сразу же. Серьезно? Да, поехали. Я давай. По земле, пожалуй, этот раз. Эй, тихо. Просто, видишь, вас должен кто-то встречать, чтобы резать там. Потому что, ну, вы сейчас спект... Ну, ладно. Ну, Миш, ты где? Я кнопки перепутал. Я колено, походу, его сломал. А ладно, хрен с вами, я за компанию. Не знаю, я захожу. Ой, потреба. Ой, как мы неудачно. О, есть. Так, у Хавка и... Уходим. БСП. Лево, Хавк, лево. Может, БСП спасем? БСП. Что? Нет. Бросаем. Бросаем БСП, спасите. Ты где? Квестовым предметом. Я отстреливаю. О, ты молодец. Спасибо, БСП, если что. А куда нам уже выйдет надо? Так я же его не резну. Не, не резнешь уже. Просто держись. Твоя помощь очень важна для пати. Я болею за команду противника. Куда нам уйти-то надо? Вверх. Там 5 человек будут с автоматами, это ваш. Мы с Хавком спокойно уходим просто. Здесь еще. Может, вторую сразу возьмем? Вот она, в синей двери. Я пойду камеру открою. Ребят! Что такое? Что? Я осталась. Как осталось? Где осталось? Ну так там дверь еще открыта, давай подходи. Я помню, с землей. Нифига себе, ты реально осталась. Вот ты можно... А, там бегут уже двое с броньками. Ты можешь, можешь идти шопиться, в общем-то. Потому что за нами ты вряд ли пройдешь. Мне кажется, это наши полномочия. Все. Да, все окончено. Ё-моё, тут много народу, Хавк. Я про что и говорил, ты зачем туда чаржность сбил? Можем сюда уйти вниз, не да брать. Можно пока сдать. Да, давай сдадим. И как раз ты там вернется, ну, в смысле, умрет рестница. И отсюда пойдем все. Я еще жива!
Живи, живи. А нам вниз нужно убежать? Ну, от... выйти просто отсюда. Каким образом? Давай. Вы оттуда вроде приходили. Вот. Я пошел. Ё-моё. Ай, колено болит. Миш, спасай. Твори добро. Блин, а там не пройти, что ли? Да. Пройти, пройти, я нас встречу. По дороге. Я открываю дверь же. Я прикрою, короче. Все. Беги. Беги, сержант. Вспоминается Эллинс Форб. Сейчас дверь будет открыта, сейчас будет открыта. Быстрее, быстрее! Мы под обстрелом! Ей, здесь темнейший. А что-то не засчитывается. Надо уйти от прикрытия. От прикрытия. Ох. Мне кажется, они нас сейчас примут. А мы их примем тут. Что, бронька не регенится? А, бронька регенится после того, как ХП регенится. Пушки спрячьте, ребят. Не палимся. Е-е-е. Что там на... Подкожные пластины какие-то. Это тоже апгрейд надо исследовать. И жилет еще один. Разгрузочный жилет. Осталась клиника, которая самая близкая к выходу отсюда. Пойдем. Так. Сейчас подожди, просто лестнишься, и мы вместе. А ты уже. Мы сейчас слева. Подкожные пластины увеличивают здоровье на 25. Броню на 25. И реген, ХП. Стоит 5 косарей, я, наверное. Беру. А уже кто-то исследует, да? Конечно. Правильно. Тем более с банкоматов 4, с наоку 5. То есть он даже в легкий только минус. Минус косарик нам будет. Так, нам так куда? Ну, мы отсюда будем заходить и вверх вон. А подпольная клиника, зал, правильно, да? Да. Давай, заходим. Так, погоди, рано там. Народ сейчас сосется немножко. Ну тогда аккуратно по левой стороне. Точка осталась уже. По левой стороне аккуратненько. Ты этого вот осталось только. А там нигде сбоку нельзя обойти? Не обязательно же с центра сходить. А, ну я не вижу нигде сбоку. Там стена была, помнишь, я вас видел как раз. Ну я надеюсь, ты правильно нас ведешь. Погнали или как? Ну, сейчас там камера. Камеру я выключить хочу. Там далеко включать. Почему? Вот так вот выключить. А, в смысле, понятно. Все, побежали. А мы опять сюда же? Слева сейчас будет еще, да, одна камера. Там аккуратнее. Слева выключено. А, точно. Нет. Выключено, выключено. А, выключено? Бегут, бегут. Эй, к нам. Ну вот за укрытие. Ну, за укрытие. Все, продолжаем. Ну там закрыто. Аккуратнее. Я могу открыть. Да, наверное, пора. Хотя там что-то много народу снизу. Ну, наверное, сверху стоит. Сверху один дрон, я открываю. Давай. Если дрон, я пока не понимаю, куда нам нужно. А дрон сейчас дрон может идти. Аккуратно, поэтому пробегаем наверх. Лево вверх или куда? Да. За мной, короче. Ты прям к дрону идешь. Я охранную систему отключу. А не стойте под... В общем, куда-нибудь. Прячься. Так, дрон озадачен. Так может брать так сразу? Давайте я возьму. Здесь, да, я уже побежал. Кто-нибудь. Слушай, там дрон тревог пытается поднять, надо было убить его. Так, подкрепа идет. Мы принимаем, пока ты бери БСП и. Ты смотри, здесь за... быстро берем и уходим. Тут вообще близко же. Да. Все, уходим. Так, ну сейчас мы уходим этого товарища добьем. Там еще снизу идут. Может, пойдем? Пора. Пора, ребят, пофиг, пора. Бежим. Бегите, короче. Я его пну просто. Последок. Нет, не пну. Что-то он не пинается. Вроде как бонусов много, но слоумо такая вялая вещь вообще. Да чушь какая-то. Причем оно у меня максимально уже выкачано. То есть вы типа мега быстрые. Но... Все, пришли, забрали, ушли, изи. Вообще. Нужны стволы. Да, стволы нужны. Может, исследовать новый ствол? Да, нормальное оружие, хорошо, потому что. Я пробел, нажмите.
Так, пробел. Ой. Короче, есть на выбор два исследования оружия. Плазменный пистолет и автоматический пистолет. И то, и другое не очень, мне кажется. Автоматический... Генератор энергии в тулч... Пистолет Гаузер. Гаузер. Давай посмотрим в центре управления, что у нас дальше. Потому что мы здесь выполнили все в даунтауне. У нас остался... Ребят, а мы долго еще сидеть планируем? Ой. Не, у меня просто уже пол первого, я немножко такая уже ватненькая. Пол первого? Да. Откуда у тебя пол первого? Ты, может, часы у тебя неправильно идут? Нет. Нет, я просто не в московском часовом поясе. Ну, неплохо, мне кажется, все равно поиграли. Только надо сейчас... Пол первого дня? Надо на завтра забиться просто. Как вы относитесь? Смотри, я готов в 11 вечера стартовать. Эй, какое? В 11 вечера? С вечера, для меня это слишком поздно. Тогда в субботу. Что? Короче, мы взяли чувака в кооп, который не может играть, кроме один день в неделю. Это я вас взял в кооп. Как мы на это вообще подписались? Ты стример вообще или нет? Чем ты занимаешься по жизни? Овощи продаю на рынке. Бросай, стримерство это выгодней. Ну, сколько окей. Ты на овощах зарабатываешь? Да. Столько, сколько на стримерстве не заработать. В смысле? Ну сколько? Скажи хотя бы. Я понимаю, что в Москве у вас там серьезный ценник. Арбузы знаешь, сколько сейчас заходят? Зимой-то. Зимой арбуз. Блин, ты серьезно хочешь до субботы? Ну а как тебе... Я прихожу с работы... Блин, а ты сразу не мог нас предупредить? Да, как бы, потому что это явная серия, там, штук 10 трансляций, там, 2,5 месяца, это здравствуйте, нормально будем. Ну да, просто нужно играть, пока горячо. Да. Через неделю уже все забудут. Я тоже забуду, наверное. То есть ты считаешь, что мы зря купили игру? Почему нет? Не, я готов продолжать через неделю, если вы будете готовы. Не, ну это не серьезно как. Банимура вместо БСП. Удачи. Удачи вам с этим. Ладно, разберемся как-нибудь. Надеюсь. Либо замену, если БСП не расстроится сильно. Я не заканчиваем сейчас. Ну да, чего ты можно спать уже все. А тут какое-то сохранение будет? Да, как сохраняться? Кто хостил вообще начнем с этого? Не я. Миша. Миша, кажется. Да. Не да? знаю, хостил Миша или нет, но я могу сохранить игру. Я сохранил игру. Давай. Я присоединялся вообще четвертым, последним. Я не знаю, как я хостил. И все такие, о, хорошо, что приджойнился. Все говорили причем. Значит, я был хост. Сейчас проверим. Если я выйду, у вас должно вылететь. Блин, раз в неделю капец вылетел. Но это еще мне при этом надо Good Day ту заставку доделать за эту неделю. Потому что мы до 20-го не успеваем закончить. Придется до пятницы. Почему именно 20? На 20-го гараж типа выходит. Иногда. Так планпел. Мы же стримить вроде бы как договаривались после Нового года. Ну да, но я хотел типа анонс вместе с игрой, чтобы был. Но не получится. Будет чуть позже. Ничего не игруха платная? Ну, нет. Ладно, спасибо вам. БСП, мы с тобой еще поговорим. Зрителям, надеюсь, понравилось. Увидимся с вами скоро. Да, давайте. Всем пока. Всем спасибо, пока.